and <laughs> Здравствуйте, дорогие друзья и враги! С вами я, Евгений Поносенков, это эфир канала Здравого Смысла. У нас стрим, наконец, потому что ваши письма могут создать новые гималаи. Ваши письма с просьбой о новом стриме. И вот я э, вынужден, окерап на галерах, снова выходить в эфир и отвечать на все интересующие вас вопросы, от которых я за эти годы уже обалдел, так сказать, несколько, но готов трудиться для вас, для людей, вот, за это время э, у нас долгий-долгий был перерыв, но не очень долгий, для меня как минута, да, но было много событий, псевдособытий, разных событий. И среди самого приятного я несколько дней погулял по Риму, изучал новые, изумительные, совершенно открывшиеся музеи и я бы сказал так, явления в археологии и в древней истории Рима, которых я думаю, что нам стоит поговорить, если вас это интересует. Масса, масса псевдособытий. Псевдособытиям, как правило, гопники и системные, и так называемые блогеры уделяют 99% внимания, потому что их мозг либо подал, либо пуст. Поэтому вот все внимание туда. Меня это мало интересует. Но среди прочего, конечно, и э, растущее, растущее напряжение, скатывание, так сказать, ситуации международной в воронку, это тоже, я думаю, стоит как раз, это можно обсудить. Ну и э, природные вещи, очень печальные, э, как, например, уход Александра Ивановича Ширвинта, с которым мы очень-очень хорошо общались, я его знал, и это Печально, это очень больно, но это, вы знаете, это природа. Вот это действительно великая природа, беспощадная, сначала красивая, потом беспощадная, очень игривая. Если хотите, тоже обсудим. Ну и так далее, и так далее. Но во всяком случае я бы хотел uh, подчеркнуть, что uh, мой стрим, вот этот, и как и прошлый, он из Москвы, из России. Сейчас uh, у нас... Uh, что у нас сегодня? Какой? Антон, 17 или 18? Я забыл. Пока что 17. 17. 17. Пока 17. 17 марта. Вот мне недавно было день рождения 2024 года, потому что это такая мода. Все называют эти вот так называемые блогеры, какого числа они что говорят. И всегда ошибаются. Несут полную ахинею. Но очень хорошо, что они фиксируют, когда эту ахинею они несут. А я десятилетиями даю только правильные прогнозы, поэтому я как бы живу над датами, над годами. Мне не важно, в каком году, в какой дате я выступаю, ну вот, и они при том, чем больше ошибаются, тем больше ста... просят подписываться, ставить лайки. Но это, вот, Антон, ты попросишь, уж я не буду этим сейчас заниматься. Но я подчеркиваю, что я в Москве, э, и вот э, погулял в Риме и вернулся, но вы поймите: э, как можно не вернуться, когда, э, когда вокруг враги, вокруг интроверты. Интервенты, прошу прощения. Интервенты вокруг. Это же нельзя бросать, это нельзя оставлять. Поэтому я здесь, видите, я полон решимости. Вот, если хотите, даже так. Я, мы очень можем наступить в случае чего. Вот, поэтому вам все время врут. Врут невероятно со всех сторон, и вы все это поглощаете радостно. Поэтому не слушайте. Вот если вам что-то говорят, вы это не слушайте, только меня слушайте. Что да, в мелочах, но это не мелочи, где я нахожусь, это не мелочи, но центр мироздания, но так или иначе, все равно, что бы вот вы не услышали, вы должны... Вот вы что-то слышите в некоторых новостях. Первое, что вы должны понять, это ложь. Первое. Потом уже, так сказать, что-то пытаться, если это интересно, может, вообще не интересно. Что-то там выискивать, какую-то, как на самом деле, туда посмотреть, сюда посмотреть, спросить напрямую и прочее. Но как только вы что-то прочитали, вы о, это обман, даже это научно понять. Ну вот, так что я готов к вашим любым вопросам, как это все у нас работает. Я до сих пор за много лет ничего сам не понял. но вот технически объяснит Антон, который всегда мне помогает вести эти стримы и читает ваши выдающиеся произведения вопросительного жанра. Вот. Антон, привет! Привет Петербургу, Ленинграду! И расскажи, как это все происходит у вас, у нас, там, здесь. Добрый вечер, Евгений! Добрый вечер, зрители нашего сегодняшнего эфира! Если у вас есть такое желание обратиться к Евгению, Сказать, написать ему добрые слова, добрые строки. Либо вообще ничего не спрашивать, а просто внести свою лепту в поддержку Это здравого лучше всего, смысла. если спрашивают, леп, несите лепту, честное слово. Потому что такое иногда спросят, лучше лепты. Лепты лучше, да, да. Так, пожалуйста. Ну, если хотите, И если поддержать. Спрошу, я ладно, помочь Поддержите, да. Если вы сволочи, Под... не поддержите, поймите, во все, что происходит, во все, что происходит годами, я говорю, у них там, у них, у негодяев и гнили, ресурсы немыслимые. Не потому, что они их как сумели создать или заработать, они просто, э, так сказать, э, на них сели, у них ресурсы. У приличных нет ничего. Если вы ничего не э, даете тем, кто создает смысл, говорит, объясняет и так далее, ничего и не будет, и будет вечный ад. Только он уже коснется каждого из вас, потому что он, видите, он касается постепенно. И пока он касается ад постепенно, вы думаете, как-то немножко так поджимаюсь, ну еще, еще, нет, это коснется каждого из вас. Поэтому либо вы вносите лепту, либо вы будете плохой жизни в дерьме или в могиле. Извините, я вам скажу правду. Вы знаете, что я говорю всегда правду. И сейчас, ой, мне присылают основной, как модное слово, тренд. Основной тренд сейчас везде в интернете, в шотах, там, значит, в ютубе, в шотах, это везде. Вот, друзья, присылают комментарии, как же он был прав. В чем ролику моему там 5, 10, 12 лет назад, как же он был прав. А раньше мозгов не хватило меня послушать когда я уже был прав, 5, 10, 12 лет назад, уже было это видно, ясно, очевидно. Вот с тех пор можно было меня слушаться. Не слушать, а слушаться. Большая разница. Продолжаем тоже. Итак, задать вопрос, либо обратиться к Евгению, вы можете через донат. Все подробности, как его осуществить, расценки, условия, способы доната, вы все это найдете под ссылкой в описании к сегодняшнему эфиру если вы хотите не только обратиться но и приобщиться к классовому ранговому сообществу здравого смысла так сказать стать спонсором канала то э, уч да система у нас ранговая чем выше вы в нашем табеле тем больше бонусов вы получаете вот к примеру Спонсоры уровня Адепт уже имеют в своем распоряжении 59 видеороликов, а также три записи закрытых стримов. И, И недавно они могли насладиться специально им подаренным видеороликом «Искусство спора», посвященным вдобавок к этим видео доступно еще 25... Кстати, вот это спора, послушайте, это очень важно, потому что многие хорошие, но лажают, не зная простых вещей. Да, продолжаем тоже. 25 уникальных записей. И недавно среди них появилась про борьбу в жизни. Спонсором уровня посвященный Доступны скидки на все предстоящие мероприятия Евгения и, конечно же, бонусы всех прошлых уровней. Подробнее с табелем о рангом и списком всех видео можно ознакомиться в соответствующем плейлисте на главной странице канала Здравого Смысла и на нашей странице Бусти. Ссылка на это также в описании. И, конечно же, как вы все прекрасно знаете, и я это напомню, уже... С прошлого года в продажу поступил мерч Здравого Смысла. Календари, кружки, плакаты, закладки, наклейки, футболки и худи. И, конечно же, самое важное, наступ в новом году, <laughs> календари. А также вы можете найти ссылки на приобретение мерча в описании. Вот прямо я сейчас в правильной футболке. И вы должны также слушать эфир в правильной во-первых, смотрите: Итак... и не, это и футболка, и подушка. Вы показали подушку. Это подушка для прибавления ума. Когда вы на ней лежите, и, так сказать, как бы всячески э, со мной это самое, но в рамках закона, да, вам прибавляется ум, интеллект, так сказать, это увеличивается, нейроны, синапсы туда-сюда. В жутких масштабах в невероятных. Вот. И э, то же самое, если вы выпиваете, я имею в виду воду, да, тоже, тоже для прибавления ума. Пригубили, умножился ум. Прочее. Ну и календарь. Я вообще не понимаю, как можно э, жить каждый день, не э, и не смотря и не получая эту энергию и вот я даже, о, можно проснуться и не заснуть или в сладостном с сне сейчас, сейчас смотрю самому нравится поэтому дорогие мои если вы хотите жить эстетски красиво и ну как вы не можете позволить себе же купить я имею в виду подлинник в квартиру но это же я думаю что вы можете это уж как-нибудь точно по эмоции, актуальности, эстетики вот практически юноши с фруктами. Так что давайте, давайте. Пока еще осталось, пока можно. Кто не совсем глупый, надо брать. Я вам серьезно. Вообще, как в СССР. Надо брать. Выкинули там в магазине, надо брать. И то и вам Антон из-под прилавка дает по блату сейчас мерч. Так что берите. Да, да, Антош, да. Евгений, вопросов у нас действительно Гималаи. Гималай, срочно Я... начинаем, потому что невозможно эти 7-часовые стримы. Давайте все быстренько за часик кончим. Я пойду отдыхать, гулять и прочее. Так, поехали. Давайте. Что интересует Холли народ? От... Холли отправила 60 канадских долларов. Здравствуйте, Евгений. Я из Америки. Не русская, а правда американка. Я учу русский язык а в правда университете. Ли? Правда ли, что ты как-то не верится? Ну ладно, допустим, так. Я учу русский язык в университете. Угу. Я хочу узнать, смотрели ли вы наш фильм Дэвида Уорка Гриффита Рождение нации И если да, то что вы о нем думаете? В моих глазах там предсказали нынешнее состояние страны, ужас современной политики и общества. Левые много раз пытались его запретить. Даже удивительно, если вы действительно, так сказать, настоящая и живая, и, так сказать, так правильно, в правильном направлении мыслите, и посмотрели этот замечательный, очень важный для, не только для США, для развития мирового кинематографа фильм, понимаете его, это что-то удивительное, это какая-то такая небольшая надежда рождается. Так что вам можно дать русское имя Надежда, быть теперь Надя. Вот, вы теперь как ее Девушку эту зовут как? Холли. 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 Вот Холли, вы теперь Надя. Вы теперь Холли Надя. И можете Пахмуту на эту тему послушать. Дело в том, что фильм Гриффита, он, он эпохальный, он, можно сказать, на все времена в вашем регионе, и не только в вашем. Он в силу своих, ну, идейных пристрастий, там он состоял в одной организации или еще как-то, но он очень э, точно уловил, научно уловил суть э, проблемы, которая разъедает и которая мешает людям э, в США, теперь она мешает людям в Европе, да и в России. И э, это очень трагично. Но, с другой стороны, прежде всего, мы должны понимать, что этот фильм где много новшеств, он стоил дорого, и он делался талантливо. И фильм, если я не ошибаюсь, это где-то его в начале второй... То есть, в начале Первой мировой, где-то в 14 году, в 1914 снимали, в 15 по-моему, премьеровали, меняли там название, так или иначе. Это фильм, уже окончательно показанный в 1915 году, вот больше ста лет назад. И его очень интересно смотреть, так сказать, с точки зрения обаяния вот этих старых, ярких, очень рельефных, немых кадров. Ну и, конечно, масштаба, на что он замахнулся, это такой предвестник унесенных ветром э, в и в плане сюжета и в плане, так сказать, э, масштаба. Так что, да, вы правы, действительно э, стоит посмотреть фильм очень актуален. А почему он актуален? будет вечно актуален там, потому что ничего не меняется. Проблема как была и есть, только она стала <laughs> с тех пор, она жуткой стала, она увеличилась, она распустилась там и прочее, прочее. Поэтому, конечно, рождение нации, я думаю, что стоит в эстетических, культурных целях посмотреть и обязательно. Вот. Удивительно, удивительно, что еще кто-то у вас, если вы настоящие, так правильно все понимает, а левые пытаются, что такое левак? Он пытается запретить все, самое страшное для левака это свобода, левые ненавидят свободу, они хотят всех загнать в тоталитаризм, в гулаг, куда угодно, запретить все, что им не нравится, им не нравится все приличное, все работящее, все свободное, все фантазийное и так далее, и так далее. им очень не нравится наука. Левым не нравится наука, левым не нравится искусство, им очень не нравятся э, успешные, красивые, белые, им очень не нравятся люди, которые работают, зарабатывают, им все это не нравится. Им нравятся э, бездельники, тунеяцы, э, вырожденцы, уроды, кретины. Э, они их защищают, они их вешают на афиши плакаты, в прямом смысле вешают на плакаты. вот, И сейчас э, это дичайшая мода рекламировать одежду, красивые вещи уродами. Прям в прямом смысле слова уродами, что замечательно это вот, вот такая тенденция так что э, левая это чума и с ними нужно бороться во всех вариантах видах и просто ежедневно дальше антош аноним отправил 4000 рублей вы отрицаете все ненаучное но наука поспевает за мирозданием а не наоборот когда-то люди не могли научно объяснить и осознать силу притяжения, движения планет и электричества. Может быть, большинство стоит вот давать до сих пор не может. Это же никакое... Это же не все приматы, которые ходят. У нас больше 8 миллиардов придурков, и большинство не может объяснить. Вот подойди на улицу, пусть они притяжение, электричество и прочее, что открыли ученые, объяснят. Никто ничего не ответит. Да. Может быть, стоит давать шанс тому, что еще не определено или не доказано, если не опровергнуто. Иначе это большая ответственность. Понятно. Значит, вопрос очень глупый и невероятно агрессивный. Потому что он сразу начинает нападать и оспаривать, что вот, мол, вы не даете шанса нам, вам, кому вам? Кому вам? Вот вы, которые носитесь с выдумками, с мифами, с непонятными словечками, древними, которые мы, ученые-историки, прекрасно знаем, когда появились, кем выдуманы и прочее. Вы не открыли, не изобрели, не, не осознали, не поняли ничего. Потому что вы перечислили, что там притяжение, электричество, что-то там, там еще, все научное. Медицина, вся биология, физика, химия и так далее. Вот все это, это все без вас. Вот вы нахлебники, те, которые с мифами. Вы ничего не открыли, никакой лампочки, вы никакую никого... лампочку не создали. И даже не объяснили, почему эта лампочка вот такая, а не такая. И в этом главная ваша проблема. И агрессия. Потому что ученые каждый день что-то открывают. В прямом смысле, каждый день хоть мелочь открывают или что-то глобальное. А вы ни черта не делаете, ни черта. Просто пустота, пыль. И все ждете, пока чего-то еще ученые не откроют. Не откроют, а не откроют. А вот вы еще там, что, где там? Ну идите работайте. Учитесь, изучите азы этой науки, потом не азы, углубитесь и сами чего-нибудь сделайте. Чего вы ждете? Бездари. Поэтому те, кто носится с вымышленными мифами, которые создали приматы на определенной, на определенной стадии своего развития, ученым-историкам достоверно, доподлинно известно, как развивались все культы, все выдумки мракобесные, приматов и так далее достоверно, когда началось, как развивалось, вот, там поклонялись камням, поклонялись странным изображениям, поклонялись этому до сему, вот, потом, значит, как бы, чтобы это все больше похоже на примата, потом, что, ой, вот это вот он, этот выдумка про похожего на примата, но он больше может, чем другие обезьяны. И он вот такой может, может и грозу наслать, может и не урожай наслать и прочее. И чтобы это как бы такая странная, непонятно где находящаяся обезьяна не на грозу, надо почему-то нести еду э, тем, кто объявили, что они общаются как-то с этой верховной обезьяной. Но ну, это же психбольница. Но тогда это ладно, потому что тогда ну, ни, микро, ни микрофонов, э, ни телескопов, ни микроскопов, ни, ни телевизоров, ни, ни передачи информации нормальной, ни лупы, ну, ничего не для исследования. Вот постепенно делают приличные умные люди. А те, кто неприличные, вот как разбивают, значит, лоб как били, так и разбивают лоб бессмысленно. Знаете, наберите в YouTube или еще где-нибудь замечательные ролики обезьянок несчастных научили всяким э, ритуальным вещам и они их исполняют вот ровно как и прочие приматы они ровно также разбивают лоб там и прочее, и прочее. И выполняют те же бессмысленные совершенно ритуалы и так далее То есть это уже примитив это может обезьяна сделать а вот чего обезьян не может делать обезьян не может заниматься наукой вот, ну не может она заниматься наукой, у нее нет для этого, а, так сказать, настоящего интеллекта, сложного мозга и прочее. Что она не доэволюционировала. Потом вы сказали ахинею полную. Антош, перечитай, что то он там про мироздание. Первая фраза. Сила притяжения сила притяжения, планет. И электричество. Нет, начало, что там про мир... слово «мироздание» было. А, а, но наука поспевает за мирозданием, а не а наоборот. <свят> деточка, это не наука поспевает, это и мироздание, так называемая это филологическая штучка, и мироздание, и наука, они вместе эволюционируют. Что Никакого мироздания создания ничего нет. Это все постепенно развивается объективно. Да? И вот наука эволюционирует, и, и наука эволюционирует, и значит, мироздание эволюционирует, мои поклонники эволюционируют, вы только никак не можете веками эволюционировать, так же как разбивали лоб, так и разбивайте. Так что вот такая штука. И на определенной стадии своего развития, недоразвития приматы стали выдумывать разных, так сказать, Сверхъестественных существ, которых на выдумали, по подсчетам исследователей, примерно около трех тысяч. Внимание, вдумайтесь, три тысячи выдуманных разных сверхсуществ там, божеств и прочие прочее. Три тысячи. Следовательно, если кто-то говорит, что он там верит в одного, в одну мифологию, он три тысячи раз неверующий и там, как бы какой-нибудь сумасшедший сказал, неадекватный богохульник с другой точки зрения. Понимаете, а наука, она не разъединяет, она всех объединяет, и она показывает объективную реальность, и она дарит, она дарит здоровье, она дарит знания, она дарит путешествия, она дарит наше с вами сейчас общение, это наука. Уже тысячелетиями, пока вы несли а, а, обманщикам, жрецам а, еду просто так, за а, ложь, за обман, в этом ничего не было. Ни электричества, ни интернета, ничего не было. Только когда смогли высвободиться из-под вот этого страшного гнета мракобесов, вот это стало что-то появляться постепенно. И вот такие э, существа, не эволюционирующие, которые э, в 21 веке задают подобные вопросы, вместо того, чтобы вот не, не, ждать и не задавать такие дебильные вопросы, а пойти почитать научные книги, что-нибудь узнать вот за эти минуты, э, когда вы пишете вопрос глупый вот этот, да, идите узнайте что-то из того, что ученые открыли. Это дельно, это вы с делом проведете время, а не то, что будет сидеть и думать, вот что-то еще ученые не открыли. Но вы нахлебник, вы нахлебник, вот конкретно вы. Ну вот так, вы не обижайтесь, конечно, просто э, это очень опасно и для вас и для окружающих, если вы не поймете вовремя, ну уже не вовремя, если вы не поймете вашу патологическую жизненную ошибку и неправильное направление движения, а у вас, э, значит, к счастью, одна жизнь, да, то вы это проживете глупо. И, возможно, если вы подпадете под какой-нибудь мракобесие, опасно для окружающих. Это сейчас, я говорю, достаточно, так сказать, ну, э, не сильно мягко, но иначе вам не помочь, если вообще вам можно помочь. Это я из доброты. Я мог просто что себе послать, посмеяться, либо сказать: Ну, в первых фразах все обозначить. Так что вот так вот, ну. Да. Вот три ты... вдумайтесь, и окружающим всем этим макакам вашим там дом на работе говорите, выдумано три тысячи сверхъестественных существ. Если вы, так сказать, в вашем регионе что-то там рекламировали одно, это не значит, что вас в другом месте засмеют или скажут, что вы жуткий враг. И дальше начнется полный кошмар, и начнется смертоубийство и прочее. А наука всех объединяет. Вот так вот. Дальше. Аноним отправил 4000 рублей. Здравствуйте, Евгений Николаевич. Благодарю вас за то, что любите нас, жалеете, не бросаете и дарите отдохновение. Поймут ли русские люди, украинцы... услышали мое слово, я часто использую, это почти мой термин, да, отдохновения, да. Так? Поймут ли Когда вот русские это, 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 люди... Начинается фраза, поймут ли какие-то, не важно, там, нации или профессии, поймут ли какие-то люди что-то, уже можно заканчивать, а сразу говорю, нет, не поймут. Нет, ну что, такой опыт всего человека, так называемого человечества, всей истории, что не поймут, опыт моих роликов, ну, да, ну, дочитай. Поймут ли русские люди, украинцы и другие этносы, имеющие паспорт США что нужно голосовать за Трампа. Странные, странный. Иначе Здесь мы и дальше... Кого, будем... кого вы куда приплюсуете, ну, неважно. Все, все разные, но мы все, все, так сказать, братья. Сейчас там кто-то... Вы не братья. <laughs> да. Mm. Иначе поймут? мы и дальше будем... Что нужно поддерживать Трампа. А, Тра Трампа поддерживать, и... да, так? Да. Иначе и дальше будем, видим, будем видеть нефть по 80 долларов, что означает большие неприятности. Да, да, небо в алмазах. Да, да, да. Увидим ли мы небо в алмазах? А по поводу поддерживать Трампа. Ну, вы знаете, что я изначально поддерживал Трампа. И когда были первые выборы, никто не верил, что он победит, я сказал, что он победит. Когда были вторые выборы, я тоже поддерживал, но я сказал, что выборы будут украдены, они были украдены. И а, Трамп а, в реальности победил, но а, произошел фактически госпереворот в США, а, и страна была изувечена и опозорена, и а, в обманом ночью это. При, при всем мире да, все легли спать, весь мир лег спать с победой Трампа проснулся и был вброшен обманой э, написали Байдена этого э, придурга дегенераты просто э, уже невменяемого старикашка надо пожалеть и выкинуть куда-нибудь там э, дом, домирать в пенсионат чем наворовал достаточно с сынком, поэтому у него есть деньги чтобы там на препаратах держать вот я поддерживаю Трампа. Почему? Потому что я честный человек. И Трамп, насколько мне известно, хочет баллотироваться и баллотировался на пост президента Соединенных Штатов, Штатов Америки. А никакой другой страны, ни России, ни Украины, ни Франции. И он должен э, заботиться об интересах граждан Америки. Вы удивитесь, это вообще странно, но вот такие вот есть президенты, которые заботятся о своих гражданах. Не о себе, не о чужих, там, не о какой-то дуре, а о своих. И это очень важно для всех. Объясню почему. Если падут США, ну, по-разному, экономически, будут захвачены дикарями, мигрантами и так далее, так или иначе, то никакой страховки для всего мира и так называемого человечества не будет. Вот некуда будет Бродскому, значит, бежать, некуда будет бежать Марлен Дитрих и Томас Ману от фашизма, некуда будет бежать Давлатову и прочее, негде будет жить замечательному русскому патриоту Евтушенко, Евгению Александровичу Гангнусу, вот, который мечтал стать главным русским поэтом, но мучился то, что главным русским поэтом уже стал Еврей Бродский. Вот. И как главный русский поэт, мечтавший про березку, писав, писавший и мечтавший получать за это госпремию, он, естественно, жил, когда смог, в Соединенных Штатах Америки. И вот этой страховки не будет. И при всех минусах, огромных минусах, огромных всего, всей системы, и Голливуда и так далее. Но это так или иначе всегда был баланс, страховка и некий ориентир. Сегодня этот ориентир измывается, истирается, позорится, уходит с позором от э, религиозных террористов в Афганистане, не может защитить людей, демократию во всем мире, ничего не может. Почему? Потому что вместо капитализма происходит социализм, потому что э, дали право голосовать дикарям, которые к Америке никакого отношения не имеют, потому что э, на пособиях сидит такое количество обезьян, что уже просто невозможно так общество жить не может, потому что дикарям дали официальное внимание, официальное право воровать до тысячи долларов, то есть грабить вы можете, ограбить а, до тысячи долларов магазин, и вам не будет вообще ничего. И это повальное стало явление, Америка гибнет в прямом смысле. Только не о том, что Запад загнивает или Америка загнивает. А проблема -то как раз в том, что они не загнивали и не, не были империалистами, не были злыми, не были экспансивными. В этом основная проблема. Последние десятилетия Европы и США Вообще до такой степени далеки от экспансии, от такого самомнения, от капитализма, от нормальной жизни и от всего того, что в чем обвиняли, что действительно стали рушиться. Потому что если вы не будете себя уважать, если вы не будете защищать себя и ценности, если вы не будете зарабатывать, если вы не будете уважать тех, кто трудится, ваша страна сдохнет. Что сейчас и происходит. То есть это не гниение, это разрушение, тление, истирание, подмена, все что угодно. И это не о том, что Запад плохой, а то, что он слишком хороший. То есть Запад слишком много дает денег тем, кто не работает. Потому что у нас кричат, ой, они со всех как бы забирают, все стоки, наоборот. Проблема, почему сейчас проблема в Европе и США, потому что они всем отдают. Они Европу кормят миллиарды последние десятилетий, Европа отдает миллиарды евро э, в Африку. Кормят, чтобы там размножались без толку и так далее. Потом они, эти бандиты, приходят нелегально захватывают материк европейский, начинают там совершать теракты по и прочее. Почему? Потому что их накормили, им дали деньги на телефоны, посмотрели, куда ехать, где красивые жизни и так далее. Все, это простая формула. Все это делают леваки. Леваки – это предатели своих стран, своих государств и народов. Это полные маразматики, абсолютно полные. И очень опасные существа, с которыми надо бороться. И вот а, Трамп с ними борется в меру, в меру своих сил, возраста, усилий, так сказать, и интеллекта и прочего. И надо понимать самое важное. А, если, условно говоря, с Трампом ничего физически не случится, и второго госпереворота не произойдет, он 100% станет президентом США. А, станет, то он станет, но начнется, что уже было, это и абсолютная такая, ну, даже не профанация, не борьба, а ну, просто будут игнорировать многие службы, левацкие его приказы, это проблема. Но главная проблема, поймите, и это касается любого человека, который станет во главе страны, института, театра, знаю, там, нации, чего угодно, он получит страну и ситуацию в мире в том виде, как левые скоты и дебилы ее довели. Вы понимаете, и чтобы ее исправить сильно или принципиально, нужно будет или нужно было бы пролить реки крови. Умный, нормальный приличный человек реки крови лить не будет. Вот. Он будет отвечать на угрозы, он будет восстанавливать справедливость так или иначе, но переигрывать, допустим, какую-то ситуацию, которую сделали неправильно, полностью это бывает невероятно сложно. И вся мировая история учит одному. Чисто не там, где убирают, а там, где не начинают мусорить. И если так дико на ошибались в 917 году, в 16 веке, в 19 веке, там, в 56 каком-то там, в 90-е сейчас и прочее, если вот до человека уже натворили мрак полный, только он приходит к власти в какой-то организации или стране, он физически не все может исправить, потому что цена исправления слишком высока либо вообще невозможно. Вот это вы должны понять, потому что зачем же вы допускали и делали ахинею дури маразм? Вот зачем? На будущее надо вовремя бороться, надо не совершать ошибки. Допустим, почему я всем прочитайте мою монографию о войне 12 -го года. Вот в 12 году было масса шансов. И в России, и в окружающих народах, и прочее, ничем не воспользовались. Хотели, но так лежали, так сказать, на диванах, там, на чем-то, кто на чем, кто, так сказать, просто а, насиновали и прочее. Ну, ну, дураки. Ну, дураки, понимаете? А потом реки крови 200 лет. 200 лет реки кропи, что вовремя не подумали, потому что дураки. Виноваты же сами. Когда история предоставляет какие-то шансы, возможности экономические, политические, личностные какие угодно, ими надо пользоваться. Иногда нужно приложить труд, энергию, ну, ну, ну да, ну а как? Ну так и в личной жизни, в деловой как угодно. Вот эти уроки надо извлекать, и вы их не, в основном не извлекаете. Вы сейчас, кто ленитесь, ой, ну мы послушаем, вот что он скажет в интервью, легче ролик, чем книжку. Кто улыбнется, ну вот он опять с книжкой, да, опять, ну смотрите, столько лет прошло, я оказался во всем прав, а вы уже, кто потеряли деньги, кто потеряли родственников, кто бежали, кто остались, кто трепещите, вы дрожите, что что-то случится, почему? Потому что вы не прочитали, потому что вы не поняли, что происходит, где, как и что будет. Ну так ну делайте это дальше, не читайте дальше, будет еще хуже. Поймите, если вот э, я во всем был прав, я вам говорю, что-то сделать, это надо сделать. Я повторяю, мне от этого ни, ни жарко, ни холодно, вот так сказать, уже в нашей ситуации, но это надо сделать для вас и для окружающих, чтобы каждый шаг делать правильно, чтобы понимать, где вы находитесь, просто, куда вы попали. Вы многие живете там 20, 30, 40, 50 лет, даже не понимаете, где вы живете. Это так, вы удивитесь, но это так что кто-то с шорами живет, кто-то в обмане, кто-то наивный, кто-то в упор не видит, что, ну, что э, нет таких, кто в упор не видит, да, вы каждый второй в упор не видит какого-то явления. Технические вещи, вещи спора, аргументации, примеров, это вам вот это вам вот моя книга, да, это энциклопедия и аргументов по истории современности, потому что ничего не поменялось, ничего за 200 лет не поменялось. И э, метод, как познавать историю, что вот, допустим, вам взбрело в голову какие-то там Средние века, или Фридриха Прусского, или Древний Египет, вот метод, а как? И мне начинают писать, а вот какие книги достоверны? Детский вопрос пятилетнего идиота. Формулировка дебильная, мне так пишут. Она неграмотная. Вот почитайте здесь первая глава, там, где историография и методология и дальше вообще книгу, посмотрите, что должно быть как, как подходить. Я разбираю, вот есть такие книги, вот такие. Вот эта пропаганда, это просто некачественное исследование, это очень качественное, это замечательное, это то да все, вот разница. Там все изложено, это надо очень конкретно, понимаете, взять и очень конкретно показать пальцем. Сравнить, процитировать и просто показать схему. Возьмите, прочитайте, используйте, это вам на всю жизнь это будет вот как она сложится жизнь от того насколько вы будете образованным. вот почитайте так что по поводу трампа его решение будут многие саботироваться левацкими подонками и кроме того он получит ситуацию которую уже довели до абсурда маразма или жуткой опасности и потом не надо кричать. Это же, смотрите, при нем, при Трампе, я повторяю, это только подонок и подлец не признает, при Трампе не было никаких крупных военных конфликтов. Никаких вообще. Ни на Ближнем Востоке, ни в Центральной Европе, ни еще где-то, нигде. Вдумайтесь в это. И только дурак и подлец этого не признает. И это его заслуга. То, что не было конфликтов, Трампа. А теперь, когда вы все разломали, вы, ой, будем надеяться. Ну, будем надеяться. И то, что вы упоминаете про цену на нефть, ну, вот есть надежда, поскольку он очень умные мысли высказывал на эту тему. Любая страна должна жить интеллектом, а, так сказать, не садиться на какого-нибудь пушного зверя. И от этого дуреть, жиреть и, так сказать, устраивать авторитарные ситуации. Если есть интеллект, что интеллект? Когда он может и когда он нужен? Когда он может развиваться? В свободном конкурентном обществе. Значит, оно должно вот дать возможность интеллекту, чтобы он создавал технологии, и чтобы страна жила без оглядки на сколько стоит пушной зверь условный. Дальше. А прежде чем продолжать, я сейчас по донатам двое подписчиков прислали, каждый по 20 евро. Эдуард Бахман, второй, второй донатер тоже 20 евро, спрашивал, где еще про Лондон, Шотландию. А сумма для озвучки вашего вопроса недостаточна, поэтому если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал, дошлите Необходимую сумму в ссылке в описании у нас все расценки указаны. И раз уж такую информационную временную паузу да, взял, да. я напомню, что в этом году весной у Евгения состоится его европейское турне. И в марте, 31 числа, пройдет первый концерт Кипр-Лимасол. В апреле это будет Флоренция и... Амстердам. Ссылки на приобретение бледов в описании к этому ролику, к этому, к этому эфиру. И эфир тоже надо поддерживать не только просмотрами, не только донатами, но и, конечно же, просветительскими лайками и репостами. Распространяйте эту информацию и поддерживайте канал здравого смысла. Так, есть у нас еще вопросы? Если, конечно, только, если вы хотите добавить еще по концертам, может быть, вот что-то вы еще Нет, хотите как к этому добавить? На, объявить? Концерт я добавлю на концертах. Моя Хорошо. главная задача это сделать праздник настоящий, потому что вот обычно приматы такие примитивные им сверху спускают липовые дни, где они коллективно начинают беситься и напиваться и празднуть. это не праздники. Это не праздники, там, когда завядшие гладиолусы, передаренные 1 сентября и прочее, это э, срам, позор, или когда у всех новое счастье наступает. Ой, новое счастье! Сидят лузеры, алкаши, э, спившиеся, больные, кто-то сдохнет там в каком-нибудь году и так далее, или уже сдох, у них новое счастье. Или э, празднуют какую-нибудь еще э, видите, революцию, просто обираловку, и как страну захватили, и, ну и так далее, и так далее. А, это я ничего не понимаю. А вот праздник настоящий, когда весь ваш организм расцветает, когда вы получаете энергию. Энергия очень сложная, и понимаете, вот то, что мы сейчас с вами э, так общаемся, это здорово, это замечательно, но это не то. Потому что и я не могу, и даже, в общем-то, ну, это бессмысленно, я даже не стараюсь э, передать вам через эту пластмассу, химию и электричество э, свое настоящее электричество, да, внутреннее. А когда на сцене, когда все живое, когда вот вы здесь, когда я Здесь и так далее. Вот это настоящее. И эта встреча, это событие, это история, когда мы встречаемся вот в наше жуткое время, это мы творим историю, что вы можете потом сказать, что вы были при таком-то, знаете, как при Аустерлице, он был при Аустерлице, да? Вот что вы были при таком-то концерте, допустим, потому что это, это событие грандиозное. Сейчас нет событий. Сейчас нет событий. Вот до чего мы дожили. Иначе должно быть событие. И потом там, в этом э, интимном месте, в зале, я вам могу сказать и, так сказать, сообщить то, что я не могу вам сказать, здесь на миллионы. И вообще миллион, может не все заслужили. Потому что надо прийти, надо прямо преодолеть все, дойти, увидеть и, и так далее, и так далее. Это совершенно другое. Потом атмосфера. Это весна. Кипр, остров, море вокруг, Флоренция. Но ну, это чудо Ренессанса и не только. Да? Вот Амстердам. Это сказка, тем более в эти цветущие дни в апреле, когда все вокруг в, в мириадах красок. Понимаете, я хочу сделать праздник. Я это умею делать. Но это надо делать лично. Поэтому вот приходите, прилетайте. Да. Дальше, Антош. Евгений, у нас много будет вопросов, где mm -hmm. фотография по оценке. Да -да. Я первую вам присылаю. Пожалуйста. Тут два человека, но больше вот в вопросе раскрою информацию. Но это мне уже, поскольку у меня как недееспособно, что там два человека, я, о, два, потому что я уже сам не слышу, их двое, я уже не различу, конечно. Правильно, правильно. Меньше, чем меньше мне работать, мне уже сами сообщайте, что там двое. И так, да, двое, вот, все, заметил уже, как поздний Брежнев. Так, так ну вот одну вижу с рюмкой. Сейчас это она же или не она же? Черт знаешь если бы я был с этим э, церковью. Э, вроде и по-моему, разные. По-моему, разные. По крайней мере, блузки разные. Так. Картина. Без них. Просто картина. Видимо, кто-то из них нарисовал. А, рынка. Такая тыква болезненная. И полено. Так, ну хорошо. Это вот такие студии. И то, что в карандаше. Лопок, так сказать. Чайник. Яйцо. Так сюрреализм, вечер, ночь, двадцать первый век. Я смотрю яйцо, копия фрагмента. А то, чтобы я не понял, что это копия Рафаэля. Ну, конечно, Рафаэль может сам бы не очень узнал бы, что это его копия. Ну, но... так хорошо. А в чем вопрос, пожалуйста? Эль Заронис отправила четыреста половины тысячи. А, кстати, Здравствуйте, дорогие мои Могут быть Проблемы Николаевич. с интернетом, понимаете, времена такие непростые. Ничего, подождете, подключимся еще туда-сюда. Вот. Антош, там тебе не пишут, ты иногда на 2-3 секунды пропадаешь. То есть все понятно по словам, но просто так сказать, имейте в виду, что это интернет может прерваться, мы еще восстановим его потом. Да. Так? А, — Да, сначала тогда. Угу. Эльза Ронис отправила тысячи. Здравствуйте, дорогой Евгений Николаевич. Здравствуйте. Меня зовут Эльза. Я учусь. Сама mm. я из Санкт-Петербурга. Mm -hmm. Закончила музыкальную школу по классу фортепиано. И в этом году заканчиваю художественную школу. Не представляю свою жизнь без искусства, театра и изучения истории. Хочется сказать вам безумно много. Но решила Очень ограничиться приятно. Главное, самым... чтобы это у вас все не снеслось гормональным фоном, который у женщин сносит просто все. извиняюсь, продолжать, да. Но решила ограничиться самым конкретным жанром, то есть анализом по фото. Угу, правильно. Не могли бы вы, пожалуйста, оценить мои фотографии, в скобках, я в белой блузке, и фотографии моих учебных работ, ну, фотографии с четвертой по седьмую, а также фотографию моей любимой подруги Алисы. У нее скоро день рождения, и к тому же Алиса, как и я, ваша преданная поклонница, поэтому, поэтому Алиса, нельзя прервать поздрав... с бокалом. Алиса уже выпивает, да, так, да. да, ваша преданная поклонница. Большое спасибо. Преданный тоже это вы. все до первого это самое. Да, так, да. Большое спасибо, вы. Прекрасные, Это правда. Ну что ж, спасибо, замечательно. А, значит, что мне понравилось? Вы на удивление, на удивление очень-очень эстетски и правильно одеты э, в театр. И вот это в блузка и юбка и складочки, и туфельки. Э, туфельки можно было бы, конечно, такого шоколадного цвета в цвет юбки, но они то нет, они подходят, подходят вполне возможны хорошие оборочки, хорошие здесь все прилично это художество но здесь все таки как бы ученические академические студии да это уже хорошо я бы конечно может обошелся бы без, без приемника и вместо рынки вазу, то есть меньше деревенской темы, больше городской, но вы, вы ищете, так сказать, понимание формы, отображение формы и вот обращать внимание на классику. Это очень и очень и очень правильно, и это труд огромный, здесь не надо спешить, поэтому если вам это близко по-настоящему трудите, сидите поэтому по этой дороге и вот умничка, вот, ну подруга такая, так сказать, веселая. По-моему, ничего так я не вижу такого, к чему можно было бы обязательно на что обратить внимание, так сказать так, не позитивно, но понимаете, главное, чтобы вот я вижу, что это хорошее, да. Вот чтобы это продолжать, чтобы оно не слетело, а оно слететь очень даже может, потому что любого человека, особенно как бы как бы человека женщину, да, сносит и гормональный фон, и изменения различные, и жизненные ситуации, и прочее и прочее. Вот чтобы вы не менялись в худшую сторону, как это очень часто бывает. Вот здесь нужно работать, а как нужно работать? Надо вот все это углублять, надо углубляться в искусство, в работу надо работать, не только надеяться на э, Ахмутова, ах, кого ахмутали придурка и прочее. И это вас будет работа будет облагораживать, труд облагораживает. Ну Вот, и, так сказать, очень новая фраза. Так что да, вот так вот, да. Вот. А так удивительно, вот вы, если это вы, очень эстетски одеты, это редкость, так надо ходить в театр. Ну и хорошо, что вы изучаете рисунок, как его надо изучать. Другое дело, что я бы, так сказать, над сюжетами подумал, что изображать, потому что даже простое яблоко, оно более совершенно, чем какой-нибудь радиоприемник 70-х годов, как мне представляется. Ну хотя разные бывают творческие задачи. Дальше. Александр отправил 6 тысяч рублей. Угу. Пожалуйста, расскажите о вашем путешествии в Рим. Ой. Не первый год езжу, не первый год спрашиваете, и каждый раз я говорю, что ну как вы опишете... Я почему так, ну, если есть хоть какая-то возможность, еду именно туда, хотя много прекрасных городов по миру. Рим – это мир в прямом смысле слова. И он больше не видим, чем видим. И больше подозреваем, чем очевиден. О, как я сказал. Потому что мы понимаем, чувствуем, подозреваем, что под нами больше не открытого, чем то, что открыто, что выставлено в капиталистском музее, в музеях Ватикана, в галерее Виллы Боргеза и так далее, гораздо больше. И это очень такое трагическое и философское ощущение, что под нами эти сокровища. Но более того, я чем больше гуляю по Риму, тем... Чаще стараюсь не просто вот сначала все это смотрите, и вообще ни о чем не думаете, даже, да, потом что-то еще думаете. А сейчас я представляю как здесь ходили люди разных эпох, в разных костюмах, смыслах, и, конечно, всегда обращаюсь прежде всего к античности, представляю, и уже есть, я знаю огромное количество реконструкций, и деревянных, и пластмассовых, и потом уже 20 там, 19 20 уже сейчас 3D, огромных реконструкций, и у меня они во мне уже живут, и у меня много знаний, я представляю, где какие здания и как выглядели, как они стояли, это были, это каждый раз совершенство и колоссы, и это все разрушено, утеряно и так далее, и я задумываюсь о том, вот именно о человеческой, так называемой псевдочеловеческой натуре, Представьте, вот возьмите, посмотрите реконструкцию, может быть, даже 3D, современную Древнего Рима. Все отделано мрамором, высоченные здания, красота, восторг, цивилизация э, и чистота и так далее. И там оказывались и варвары, да не только варвары, а селяне какие-то. Э, и они до такой степени в упор не понимали красоты, важности и даже выгодности Ладно и там эстетику не мы выгодности себе вот этого всего, что э, в упор, ну можно разрушить, разломать что-то себе там на коровник там что-то и так, хотя прекрасные сказать, э, есть мраморные чуть ли не будет, понимаете, были у некоторых гурманов э, были такие пост, такие дворы, такие скотные дворы, которые тоже мрамором были отделаны, понимаете, то есть э, до такой степени мозг животных у многих как бы людей, до такой степени примитивные дебилы, что они не понимали даже, что они разрушают, что они раскалывают, что они уносят, что они разносят, потому что это что было разнесено, расхищено. И Колизей, который сейчас как бы не полный, потому что огромная часть стены, как раз уходящая в сторону, смотрящая на Ватикан, она снята, вытащена, и камни все пошли вот из этого, значит, ну, совсем, совсем противостоящего христианству место оттуда наворовали для христианской церкви огромного, для огромного количества христианских церквей разворовали из этого грандиозного амфитеатра Флавиев. Зачем? Понимаете, зачем воровать? Зачем разрушать? Мы сделали что-то свое? Не смогли. А, но там хотя бы они какое-то что-то построили. А так все для курятников. То есть вы представьте, что было в 9-12 веке, как все это разрушалось, как в 18 веке вот мы смотрим полотна 18 века, Римский форум, который уже в, так зарос, и столько-столько археологических эм, слоев, что э, обе триумфальные арки одна почти полностью, другая наполовину. Наполовину в земле и ни, одно, ни одному Гаврику не приходит в голову взять лопату. Это же маленькая, да, видите? Ну, это несколько месяцев, если даже там взять подряд несколько фермерских семей, да, не могут ее раскопать. Потому что там, понимаете, мраморные изображения, мраморные барельефы. Интересно же посмотреть на эту красоту. Нет, неинтересно. То есть до какой степени дегенера... дегенератизма дошли приматы, которые кто-то вселился в Рим, кто-то и так. Вот о чем надо думать. И когда мы об этом думаем, мы понимаем очень много. Мы понимаем, среди кого мы живем среди тоже дегенератов, да, которым мраморный барельеф не нужен, а иногда и неприятен, потому что они его не понимают, значит, не понимают разрушить, как Мартышка очки, тьфу пропасть, и разбил очки Мартышка, потому что они знают, что с ними делать, что сделать с мраморным барельефом. Понимаете, вот, эм, вот о чем я думаю. А эм, это посещение, оно было. Uh, помимо вечной тяги в Италию и в Рим, вызваны, конечно, и постоянными новостями про открытие. Потому что это очень... Тяжело было читать. Открылся этот музей, открылся этот. Сто лет не открывали, открылся этот. Ну что это у них там открывают? Что это? Что это такое вообще? Я не выдержал, полетел. И что открыли? Открыли просто, я не знаю, вот за последние uh, месяцы было открыто, что за сто лет не, они там не открывали. Во-первых, новый археологический парк на Холме целей. Не буду сейчас про него подробно, потому что я много чего и снял и сделаем ролик. Большой, потому что это надо видеть. Это видеть. Если уж не ходить, то видеть надо. И э, цели это мало, э, так сказать, не то, что мало он известный, но он не очень сильно распиаренный, потому что есть Палатинский холм, есть кверинальский, есть Авентинский э, и капиталистский они больше распиарены целей, он менее распиарен, но так вот на нем он буквально вот выходит одним, так сказать, боком как раз к Колизею, другим смотрит на Палатинский холм, и очень красивый, небольшой, но значительный археологический парк, изумительные обломки фризов, надгробий, статуй, и все это так, в общем, правильно сгруппировано, расставлено. И там открылся музей, карты э, древнего Рима, ну тогда для них это была современность, э, который был на стене когда-то он был так сказать, вертикально на стене храма мира, вот потом его естественно, так сказать, разбили, растащили, потом стали постепенно по кусочкам открывать, сейчас уже это много сотен кусочков, и вот долго об этом думали, куски хранились в одном месте, в другом. И сейчас, буквально несколько недель назад, открылся это абсолютно уникальный музей вот этой мраморной, мраморной, это не бумажной, можете писать качество, да, мраморной карты Древнего Рима, созданной древними же римлянами. И там все сравнивается, что осталось в 18 веке, наложена карта, гравированная карта 18 века, она, ну, увеличена, что там, это надо видеть, я снял об этом ролик, вот скоро выставлю. И ну, плюс продолжаются расчистки моментов, как раз связанных с храмом мира в районе Римского форума. Там одна из колонн, которая обломок лежит. Вот он лежит, обломок. Причем она, по-моему, чуть ли не парфирная. Она такого масштаба, она такая настолько необхватная, это не колонна, это что-то не Как ее вообще дотащили, это что-то невероятное. И когда представляем масштаб подобного творения, какие должны быть инженеры, какие должны быть социальные, так сказать, институции, это что-то недостижимое. Это дальше. На э, капиталистском холме э, открылся такой значительный двор, э, за оградой двор, в котором многометровый колосс Константина реконструирован. Вы знаете, что во дворе, когда вы попадаете в капиталистский музей, у вас сразу правее стоит а, глава и так сказать, кисть, перст Константина Колосса. Да? И вот воссозданный, но не тот, а другой колосс Константина воссоздан и открыт, и охраняем двумя значит, полицейскими в чуть, так сказать, ну, как сказать, за капиталистским музеем, на капиталистском холме. Тоже отснял, тоже покажу. Это невероятно интересно. И, конечно, пандус, то есть значительная часть дворца Тиберия. Дворец Тиберия – это огромное строение на Палатинском холме, даже в спуск уже туда на форум. И вот пандус, по которому император, императоры спускались, к, так сказать, народу. Я по нему тоже прошелся, вот, все ощутил, вспомнил, вспомнил как оно было вот давно не был вот. и а его это все очень долго было в консервации чуть ли не сто лет было в консервации и долго думали о карте об отдельном музее и так далее и вот как то все это сошлось что одновременно в несколько недель появилось несколько вот этих вот удивительных музеев. Что-то до что-то дооткрыли в сохранившихся этих всех подземельях в палатах в Золотом дворце Нерона. Очень интересная выставка Фидия в Капиталистском музее, очень репрезентативная. То есть, одновременно масса всего. Но это лучше видеть, в этом будет ролик, я постепенно буду выставлять. У меня же столько материала и ничего не успеваю. Потому что надо нельзя одновременно жить и все это выставлять. Это и я этим живу, а потом, чтобы еще вам все это выставить, это тоже надо время. У меня из Парижа не выставлено огромное количество. Причем из Парижа и из Рима, только из Парижа, и из Рима, что снято 10 лет назад, много не выставлено. А надо выставить все это, я вам подарю. Просто ну не спешите. Куда вам теперь? Куда вам теперь спешить? вот, ну не будем об этом. Значит, все вы посмотрите, по крайней мере, на фотографиях. Так что вот, вот так. А в остальном, помимо вот это один из поводов, почему я поехал, а так рассказать о путешествии. Там столько, это вся это, это прогулки, это наслаждение, это небо, музыка, еда, все что угодно, встречи, вот, и, конечно, тоска по родине, безусловно, вот. Ну и потом, кстати, вы знаете, это первый Рим, а Москва третий Рим, так что я всегда в Риме, что называется, почти всегда. Ну вот, так что об этом можно вечно. И бесконечно говорить, если хотите, еще как-то продолжим сегодня или в следующий раз о Риме. Да, дальше. Ред отправил 5100 рублей. А, один момент. Перед следующим донатом Татьяна Джормани оформила спонсорство и стала новым посвященным канала «Здравого смысла». Mm -hmm. Татьяна, спасибо вам большое, Вы молодец. делает Татьяна. Итак, донат. Ред отправил 5100 рублей. Евгений, да. что для вас поэзия? Что? Поэзия – это утро и вечер, это небо, это птицы весной, и не только весной, и птицы, те, которых нет. Поэзия – это те птицы, которых нет, но вы их слышите. Конечно, не как у многих там галлюцинации, но вы, мечта, это синие птицы, это мечта. Это мечта, потому что нет, но хотелось, чтобы было. Вот что такое поэзия. Я думаю, что так. Все. Дальше. Евгений, отправляю еще фотографии на оценку. -рам -рам. Угу. ну вот как можно в это самое ну добродушный но как можно постоянно быть в домашних штанах я не понимаю я вижу как как бы добродушный но видите как, я понимаю, что не такая непростая фигура, широкая, такая толстая кость, но штаны, ну вы знаете, как-то надо. Вот то, то, о чем мы сегодня говорили о Риме и прочее. Форма. человека отличается от животного тем, что он создает интересную форму, культуру, и так быть в штанах домашних на улице. Ну так, в чем вопрос? Анастасия отправила 4000 рублей. Да. Здравствуйте, Евгений! Мой муж является вашим большим фанатом. И я решила сделать ему подарок и прислать его фото на ваш стрим. Фотографироваться он не любит, поэтому отправляю то, что смогла найти. Ему будет интересно услышать ваше мнение о нем и, возможно, какие-то советы, которые да, вы ему показывали. Какие женщины подлые вообще из под тяжка. Вот там нашли фотографии и услали на стрим по насенкам. Слышишь, вот такие. Да пусть змею себе пригрел, да. Нет, ну я шучу, конечно, шучу. А добродушный, хороший, положительный вот мужчина. Но, видите, вы как-то его должны где-то приодеть, где-то, может, ему лень, где-то побрить, где-то как-то... Но вы женщина, вы как-то должны в этом смысле, если вы сами, так сказать, к эстетике, к гигиене и прочее, надо приодеть. Лучше не выходить из дома в домашних штанах да. Плюс, видите, он такой достаточно высокий, широкий, и кость толстая, широкая. Значит, надо как-то тоже к этому относиться внимательно, чтобы потом, когда вы его бросите, не было сильных проблем по здоровью и прочее. Ну, вот как-то вот передайте ему, да, вот такое. Следующий вопрос. А прежде чем мы перейдем к следующему вопросу, я напомню, что в магазине Канала здравого смысла доступны к продаже книги с автографами Евгения. То есть, вот вы, уважаемые зрители канала, уважаемые, конечно, те, которые одеты в правильную одежду, читают, правильные книги, пьют из правильных кружек, закладывают правильными закладками правильную книгу закладки и следят. Мне уже написали, мы говорили про закладки именно в книжке сейчас время свихнувшись, мне написали. И не следят за датами, да. наблюдая. Нам рано жить воспоминаниями как первого успеха. И, да. и, конечно же, кроме книг, теперь можно приобрести в магазине канала Здравого смысла лекции. Живые лекции. Переходите по ссылке в описании и приобщайтесь. мои Каким бы так я был что потрясающим пропагандистом и этим вот, который вот это все о, потеряно. В принципе, я мог бы на полставки работать каким-нибудь ушлым пропагандистом, совсем таким вот, ну, на полставке гнилым, да, а здесь правда и свет, а там вот, ну, на что Это тоже театрально, как сыграть «Не себя» что себя играть скучно одно и то же, ну хороший, ну достойный, ну честный. сколько можно, сколько может быть честно, Это может дурить вообще уже в одной роли всю жизнь. Не, не, не надо. Туда-сюда надо э, как-то вот, разнообразить. Да, пожалуйста, дальше. Итак, приобщайтесь, просвещайтесь и распространяйте да. этот стрим, делая репост. Этого эфира. Вы должны просвещать, вы должны открывать людям глаза, знакомитесь, так сказать, с истиной. Но и кроме того, если вы видите какого-то негодяя или тупицу, да, и вы ничего не можете с ними сделать. Да, ну хотя бы как-то, чтобы оно побесилось, немножко пошлите, вот, да, так сказать, мой ролик, стрим, скажите, вот, посмотри, значит, у него там будет выкидыш какой-нибудь истерика. Прошу такое. Это же приятно наблюдать. Какой-нибудь такой мизансценно жареный петух. Ну вот, или мокрая курица. И так далее. Или жареный петух разбивает экран планшета в виде меня. Это, это как бы тоже своего рода, пусть площадной, так сказать, но театр. Ну вот так вот. Да, дальше. Итак, вопросы. Александр отправил 6 тысяч рублей. Здравствуйте. Могли бы вы, пожалуйста, дать оценку проходящим выборам? Да. А, как, Александр, да? Александр. Да, ну видите, Александр, подобный вопрос в нынешнем контексте. Его мог задать либо вы только не обижайтесь, но либо совсем психически нездоровый, либо провокатор подлый провокатор, да, и вот что у вас? вы же должны немножко о себе подумать чтобы вам от моего стрима была польза даже медицинская подумайте что у вас если ну допустим вот не берем версию что вы провокаторы подлец негодяй а что у вас проблемы с психикой почему вам сложно найти 5-6 секунд внимание 5-6 секунд это быстро делается набрать в Ютьюбе же поносенков выборы все. Два слова. Вот насколько надо иметь паралич мозга, дебилизм и так далее, вы можете набрать, и э, уже все сказано. Ми за последние минимум, минимум 16 лет я все сказал, идеально точно, безупречно оказалось верно, в отличие от всех остальных, и ничего же не изменилось, почему вы думаете, что что-то другое могу на эту тему или хочу сказать? Это э, бездри, дебилы, лжецы и недоумки говорят каждый раз другое. То, что они ошибались прежде, а я никогда не ошибался. Поэтому посмотрите, что я уже сказал. Ничего же не изменилось, сначала так все и есть. И сейчас последние дни мне присылают эти короткие или как нарезки. И говорят, вот, внимание, ой, как он сейчас здорово сказал, это не сейчас ролику 12 лет. Или 10, или 16. Вы вдумайтесь, они без годов ставят, но вы присмотритесь и найдите исходник. Роликом по 12 лет. Они говорят, как он сейчас гениально говорит. Вы вдумайтесь в это. У кого еще может быть такие ролики, такие видео? Они сейчас тахинею несут, а уже посмотри, что они говорили 20 лет назад, уже многих уже и э, просто физически нет, потому что дебилы. Поэтому вы прекрасно знаете, что я с такими в карты э, играть не сажусь. Так что вам, вот Александр, если вы не подлец-провокатор, э, то вам необходимо срочно понять, что у вас очень серьезные какие-то проблемы и уже задуматься, там, стоит ли, там, может быть, если, если психические проблемы, может быть, не стоит иметь детей, аккуратней с вилкой, когда вы едите, может, вам нужно все ложкой есть, а не вилкой, там вилка опасно. Как вы работаете, что от вас зависит, подумайте, потому что если вот так у вас с мозговым веществом, то это все надо очень внимательно. Следующий вопрос. Евгений, как я уже сказал, у нас много сейчас фотографий будет по фотографиям, поэтому да. вот сейчас Пожалуйста. присылаю еще. Это я очень люблю, это очень конкретно. Как они всегда, вот, девушки, мне нравятся грива, и, так сказать, сюда вот так вот, грива на, на плечо, так сказать, сбруи не хватает, так. Ру -ру, миловидно, очень миловидно. Миловидно, как будто очень доброе и хорошее, что и опасно, ибо завлекает, а что там на самом деле, знаете, это замечательно. Экранизация Чехова. А, медведь там играет Михаил Жаров, а Ольга Андровская потрясающая Ольга Андровская, Мхатовская актриса. И а, Жаров там Значит, так парень чуть-чуть рюмочкой и говорит, это значит, губки бантиком, щечки в ямочках, а заглянешь в душу, обыкновеннейший крокодил. трун там он мужик такой, эти усы. Мурашка, он тут так сильно плюется. Я так не буду вам могу, ночи. Немшин, жарова надо показать. Жарова хорошо пародировал. Александр Ширвинт, которого сейчас не стало, Жаров он прикрывал молодых актеров перед советским режимом и когда уж настолько ну легкую иронию позволял, позволял себе Ширвин в капустниках очень давних, там каких-нибудь 60-х годов 70-х, 60-х и потом отвечать перед этими церберами, цензорами и, и вот и что нибудь про такое, ну не то, что про режим советский пошутил, а так около пошутил, и, естественно прилетело сверху, как а, а, а там а, значит а, жаров заведовал, то ли Дома актеры, то ли что-то, но то он тот сорёб все. и и он так ну мудаки, мудаки да что вот, значит, не хочу, но в общем так да он обаятельно обзывался и как все это проходило. И вот поэтому щечки в ямочках, губки бантиками. А вот заглянуть в душу. По фото, ну, я смотрю, ну, все как положено. Улыбается, губки, грива сюда. И как я это цветам прильнула. Но, правда, вот весна, я говорю, всегда вот идет сирень. И в каждая и красивая, и особенно некрасивый, к ней подойдет, ее начинает к себе, мять ее эту сирень, как капусту. Это все надо гармонично иметь право и внутри этот цветок как-то понимать. Ну вот так. В чем вопрос? Афина, Афина. Афина. правило, 4000. Здесь достаточно продолжительное письмо, поэтому я буду стараться прочитать. Ну, ты прочитать так по, су по сути, письмо. как бы по женской сути. По да. сути, хорошо. Да. Дорогой Евгений Николаевич, да -да. здравствуйте. Да. Я уже обращалась к вам, написав письмо про падение искусства. Да. Вы ответили на него, за что я очень вам благодарна. Да. Падение ужасное. Я хотела бы немного описать себя. Да. Я художница и занимаюсь живописью, начала писать в 17 лет, мне сейчас 20 лет. Образования у меня в этом направлении нет. В 12 я пошла на подготовительные курсы при художественной школе, ходила год, я хотела сразу писать людей, а меня заставляли рисовать кувшины. И все по расписанию. А, у меня, в... а меня всегда раздражало расписание, и работа в группе. После ухода с этих курсов я писала редко, но метко. Взяв в руки карандаш, начала сразу писать портреты без знаний анатомии и поняла, что в целом могу учиться сама. Учусь у великих, восхищаюсь ими, а именно: Караваджо, Леонардо, Рембрандт. Писать картины приносят мне невероятное счастье, экстаз, ощущение полета. В этом и есть вся моя жизнь. Но проблема в моей восприимчивости к людям. Да. Дело вот в чем. Меня возмущает, что окружение, в частности мужчины, да. говорят мне, что я в первую очередь женщина да. и создана, чтобы вдохновлять мужчин, заботиться да. а о детях. А Тут еще пропаганда, С... что она должна стать не женщиной, не человеком, а свиной маткой, которая только производит, производит и причем не творчество. Да, да. Слушая такие разговоры, прихожу в ужас. Mm -hmm. Любовь, влюбленность. А вы не слушаете, меня вы интерес... сразу как-то его оприходуете и что его слушать? Как правило, это дурак, и, так сказать, легко это все э, туда-сюда. Вот так да. Любовь и влюбленность меня интересует, mm -hmm. но при мысли о браке и да. бытии становится плохо. Мало вы слушаете Некоторые... пропагандистские каналы. Да. Да, вам там очень Некоторые философ... сразу, да. Некоторые философы писали, что женщина не может быть талантом, гением. Были, что такие не... личности отдельные были, да. Что она неполноценная. Я решила в этом... Мы еще не знаем, у нас в эфире этого не было. Вот, вы давайте больше про свои рисунки, да. Так. Я решила в этом разобраться. Да, ой, не надо, Прочла... ой, не надо, ой, там может таким, там можно, знаете, когда начинают что-нибудь расследовать, можно на себя выйти, понимаешь? поэтому многим я иногда в богатых ресторанах какой-нибудь говорит, мы сейчас расследуем, я говорю, не на, может на своих же выйдет. не надо, оружие черт знает к чему, да, так, пожалуйста. Прочла ряд книг, доказывающих, что мужчина и женщина по головному мозгу в общей массе отличаются. Да. Савельев хорошо это описал в книге «Изменчивость и гениальность». Да, но Сафе... и... Савельев сам сильно отличается. Вот, Все как хорошо начинал, но как плохо, плохо кончает, потому что, видимо, не, не кон... тоже. Понимаете, самые маленькие комплексы всегда больше самого большого интеллекта. Если человек внешне, ну, скажем так, как-то и денежно не очень, он начинает комплексовать, злиться, и у него все плохие, и свободная любовь плохая, и запад плохой. ну, все, все плохие, у кого как бы счастье больше. А как бы и знания вроде какие-то, и таланты, и... но ну, вот это все перебивается комплексами. Поэтому вы, вы читаете исключительно... Узкий такой, очень такую тему полей и подполей вот там где он так сказать цитирует советских нарезальщиков так сказать мозга это очень верно правильно так сказать так умно но дальше, дальше не надо тем более последний я бы сказал так два с половиной три года там что-то такое вот но он же сам говорил про возрастные изменения вот, так сказать, в районе головного мозга поэтому в общем-то вот нет тех, кто держится всегда, удержался бы на уровне. Я только одного знаю. Да, пожалуйста. Но есть и исключения и индивидуальные различия перекрывают групповые. Да, он а такая. Я про за говорил, да, да, да. А я за личность. К тому пример Тэтчер, а Кюри Хейдилламар. <laughs> а я же наличный. <laughs> <laughs> так. К тому пример Тэтчер, Кюри Хейдилламар. Это все Хейди, я, абсолютно... я, знаете, другие... я пример очень хорошо знаю, милые. В чем суть? Так. А, так, ну, далее она пишет, что она... Э, Очень много, вы говорили много. Тетчер, Кури, Савельев, перечислили Караваджо. Вы бы мне прислали свои рисунки, а не только фотографии. Вы чистая женщина. Вы говорите, что вы художница, а прислали фотографии своего тела. А мне вы бы прислали бы, я бы сказал, какая вы художница. Тогда, что этот текст не имеет смысла никакого пока. Да. А если сейчас вкратце просуммировать следующий абзац... Да. Хочет заниматься творчеством, да. люди не понимают, родственники не понимают, да. женщины всех неинтересны. Тех твор творческих людей не понимают. Вы женщина, мужчина, вы к вы угодно вы. Вот. Ой, сейчас страшное дело. Вы... Ой, если вы знали. Какой я боялся лететь в Италию. Вот просто когда уже самолет подлетал, я вижу Апеннинский полуостров. Я... Самое страшное для меня, я уже оттуда из самолета земля в иллюминаторе, я смотрю, чтобы только не было этих неопределившихся туалетов, вот, где которые, ну, вот, я не знаю, как они, которые сами не определились, какие они, чья они туалет. Понимаете, это, я в, в страшном сне просыпался, еще здесь, в Москве, ну, так хочется посмотреть на это Рим, эти камни, все, но если там будет этот вот э, не те туалеты, а ну, те они не те, туалеты это все. Я ходил по улицам, только и думал, иду по улице и думаю, здание... А не скрывается ли в нем не тот туалет, который вот те эти, чтобы вместе, как это можно вообще, чтобы в одну дырку это самое страшное, что может, Лучше ядерная война, чем это дело такое. Поэтому я даже себе принял решение, честно, я уже с тобой сам поговорил перед отлетом, я понимал, себе дал слово. Если будет выбор такой, ну, еще где-то есть выбор, там вот будет выбор, что или в не тот туалет сходить, или. Или просто на улице, я просто думаю, помочусь на улице. Главное, чтобы не совершить вот этого, что это все. Это самое страшное, что может быть. Лучше ядерная война. Чем эти туалеты. Черт, что значит. Как это вообще? Кому в голову, как это может быть? Это чтобы идти, те, и те, идти, и на дверце не пойми, что. Поэтому я даже иногда. Я боялся даже проверить, может, они и разные, но. Пояс подойти, вдруг я даже увижу, только увижу не то. Думаю, лучше на улице просто. Пусть знают наш. Да. Итак, с женщинами ей неинтересно, и они ей завидуют. Но если а не есть с что, мужчинами... Хоть бы, как бы у нас хорошо, что есть, мы... да. А и с мужчинами. А с, а с мужчин, но они хотят, ну понятно, чего хотят. Да, да не все И... же. Это одна зря, так она о себе много думает. Вот есть все-таки примеры картин. Я Там в двух просто в двух сериях пришли одни фотографии, другие картины. Я их сейчас тоже отправил. Марка, что ли, в сериях? Посылай мне кратко. Ну, так, ну, это копия. А что у него с губами? Так, это копия, это не ну так хорошо. Ну. Вот в вашем исполнении картины Караваджа он был и так странный у Караваджа, такой стифилитический, а здесь он еще и алкоголик. Бледный потом какой-то. Как бы все удивительно, что вы сохранили, если вы это рисовали, да, краски есть, да, сохранили пропорцию, какую-то перспективу, это удивительно, молодец. Способности есть. Как еще раз зовут Палада или Афина? Значит, способности Афина. есть, но ну, молодец, но понимаете, я не, сам терпеть не могу коллектив, терпеть не могу эти все, так сказать, замшелые рано утром уроки у старых дебилов, лузеров и так далее. Но, смотрите, учиться надо. Значит, учиться, если вы хотите живописать, да, и рисунок нужен, и анатомия нужна. Ну, так, тогда, если вы не хотите коллектив стариков, вы сделайте это сами, сами заочные найдите мастера. Но все равно это надо пройти, это надо учиться, чтобы он, чтобы он был точнее, чтобы мышцы и вены были выписаны, да. Вы почитайте о том, какие мышцы и вены и у, в Давиде у Микеланджела и в Моисее там есть такие, которые вообще это только великие анатомы понимают и знают. Да? Почему и создается такая гармония и мастерство? А плюс, чтобы вот в той работе, в первой там чтобы все губы были на месте, а здесь чтобы бледность, чтобы не бледность, а итальянская насыщенность и прочее, либо колорит, ну тогда вы так сделайте, такой, кавараджеску такую, чтобы потемнее, ну тогда это тоже свое, это мастерство отдельное. То есть вы все равно должны учиться, но просто иначе. Иначе, да, без этих там коллективов, и, в этих, и рисовать кофейник в этом нет ничего плохого. Вот, но ну просто как его нарисовать? Вы нарисуете его талантливый этот кофейник, правильно? Но рисую кофейник, вы поймете и объемы, и отчасти перспективу, где-то там какие-то блики. Это же не просто так, просто вы э, не сидите на одном кофейнике, как как Кутузов, да, карьерист, а идите дальше, но все равно надо какую-то стадию пройти. Так что способности есть. Девушка, вы такая симпатичная с определенными, видимо корнями в юг туда и так далее. Симпатичная девушка. Тоже эту сферу можно не закрывать для себя. А так, ну что они хотят? Ну, что им говорят по телевизору? То, что то они и хотят от себя, от вас. Ничего они сами не хотят. Они будут хотеть то, чего им скажут, и то, чего вы, эм, так сказать, нарежиссируете. Вот так. А, но не надо этого схематизма. Там есть Тэтчер. Это почему есть Тэтчер? Ну, Тэтчер одна, и то, это конкретика, надо изучать. Так что, если вы хотите писать, и это прямо вас клокочет, естественно, надо продолжать, но действительно познавать, не спешите прямо сразу караваджи. ну, на чем-то более простом, поучитесь. Повторяю, это можно без коллектива, все научиться надо, самостоятельно, вот, и так далее. А, и меня внимательно слушайте. Вы слушаете, в общем, но вы невнимательны. Я изначально еще лет 4-5 назад сказал, если вы слушаете, ставели, вы только... Только по полям, под полям и нарезки мозга секционированию. Только. Ни про чего другое. Вот так вот. Дальше. А вот вкратце, теперь только вопрос, оставшийся совет, собственно, ради чего донат приходил. Ну, да. а, как перестать реагировать на мнение общества и перестать сомневаться в своих способностях? Как смириться с тем, что я пройду эту жизнь, часто непонятая людьми и танцую. Союз сама с собой этот танец под названием «Жизнь». Вас, Евгений, я благодарю за ваше творчество. Очень хорошо. Вы невероятный. Спасибо, это И... правда. Да. А, ну, под конец просто предлагает сделать репродукцию, если, как подарок вам хочет сделать Спасибо. подарок. Вот. Значит, вот. Э, ну, очень долгие. Не надо такие долгие письма. Вот еще, значит, читай первую часть вот этого конца. Прочитай фразу. Как? Читай. Как перестать реагировать на мнение общества и перестать Стоп, просто сомневаться? просто перестаньте реагировать. В Следующее. И перестать сомневаться в своих способностях. И перестаньте сомневаться. Ну как? Ну никак. Ну понимаете, вы вслушаетесь. Но ну, нельзя так стонать. У вас вот стон, пафос и претензия. Уберите стон, пафос и претензию, и все будет хорошо. Уберите это, выкиньте. Не надо ничего. нового, просто выкиньте это и работайте постепенно. И, конечно, потом я люблю оригиналы, подлинники, но, пожалуйста, если где-то на дачу репродукцию, но... Но не репродукция, а копию. Репродукция, это вы не можете, это принтер делает. Вот. А, все путаете, термины. Не спешите, образовывайтесь и трудитесь. Чтобы я посмотрел и обалдел, говорю, о, я хочу, чтобы она мне сделала копию. Вот я так должно быть. Вот когда так будет, тогда будет прекрасно. Надо для этого пройти путь, трудиться надо. А не, не хныкать и не думать, что вас не понимают. Никто никого не понимает. Меня он миллионы слушает. Два-три человека понимают, а так почти ни одна собака не понимает. Поэтому так что нормально, и, и я не стану. Дальше. Евгений. Прежде чем мы перейдем к следующим вопросам, да. я для начала озвучу, что Дмитрий Королев тем временем на бусте оформил себе спонсорство на канал Здравого Смысла mm -hmm. и стал нашим новым посвященным. Дмитрий. Благодарим. И вы молодец. А сейчас, Евгений, переходим к вашей любимой части да. стримов. Да. Здесь нет вопросов. Здесь только поздравления, либо обращение, либо просто донат. Итак, Дамир сделал два доната на 18 тысяч рублей. Он просто написал на праздник. Вот а хорошо, а то он тоже, как ему поверить в себя, как перестать слушать других, никак. Послал и я умные вещи скажу и все, и не надо тебя мучить, чего себя мучить, чего себя мучить. Так, Дамир молодец, дальше. Максим Кувалдин отправил десять тысяч рублей. И правильно, от вот так, души. понимаешь? Говорит, против лома нет приема, ну у нас общеполитический. вот зато есть Кувалда. Больше бы таких кувалд у нас бы и не было проблем ни с каким ломом. Так. От всей души поздравляю вас с днем рождения. Вы правы. Даты это пустое. Но мне просто хотелось поделиться с вами светлой эмоцией. Виват, Евгений Николаевич. Виват. Спасибо. И он отправляет а, музыку Чиморозы. Ну, тут здесь ссылка, я вам перешлю это. Да, перешлю ну, я примерно по представляю, да. Спасибо. Но я очень люблю. И в том видео, где я гуляю по Втиве, и так в сторону Солнца, Заката, там как раз Чемороза, музыка. Чемороза играет. Это удивительный, кстати, вечер. Если вы найдете это видео, вот где я иду по аллее с фонтанчиками, знаменитыми в Тиволе. Это огромная высота, это прямо гора, и там потрясающе на меня солнце. И, 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 потом, когда я вышел из этой виллы, подошел к маленькой Кьезе, к маленькой Кьезе в этом в Тиволе, и мне позвонили, сказали, что один очень глупый, завистливый, значит, ленинградец так схаманул текстом, записал ролик вот. Ну и потом начи... после этого мои ответы, борьба, и об этой всей истории узнал мир, колоссальный пиар, какие-то средства и так далее. Это как все связано? Выс... Высокая метафизика, красота и такие банальные, но очень э, театральные штуки. Вот буквально э, как вот моя проходка, и разница в 10-15 минут с тем, как мне позвонили. Тогда это был по-моему, это был январь 2018 года. Как раз я был в Риме после презентации первой научной. Я полетел в Рим погулять, как бы вот ощутить всю эту красоту после гонки, после страшного труда многолетнего и потом издания, презентации книги. И вот там я это узнал и началось Та да. Видите, как из Чемороза можно куда выйти, да, из темы. <laughs> так, да. Даниил отправил 2000 рублей. Евгений, вы свет. Спасибо. Так, ну я... Александр. Ти... Да, а ты еще, да, пожалуйста. Это все к инсульту. конечно, Александр отправил 10 тысяч рублей. Евгению на ресторан вместе со стихотворением «Как хорошо». Игоря Северянина. Я текст сейчас могу вам прислать. Это вот он. По всей видимости, он... Ну, я представляюсь. Хочешь, почитай, но я представляю. Да, вот я отправил вам текст. Да. Он хочет, чтобы я прочитал или что? Или он просто? Или... Ну, вот иногда приходится дотмывать... хорошо что вспыхнут снова эти цветы в полях под небом голубым, как хорошо, что ты живешь на свете и красишь мир присутствием своим, как хорошо, что в общем внешнем шуме милей всего твой голос голубой, что, умирая, я еще не умер и перед смертью встретился с тобой». В 28-й год, когда все тяжело, и он много чего в жизни испытал, но эстетика сохранилась, да. Далее, Евгений Кокорин отправляет 3000 с наилучшими пожеланиями доброму и красивому человеку. Спасибо. Так, Стоян. Саян отправил две с половиной тысячи рублей угу. и просто пишет спасибо. Это очень хорошие люди. Это э, как вам сказать? Они не, не просто хорошие, они добрые, еще и умные. Они все понимают. Вот я, я, мне такие очень нравятся. Так, да? Я могу уже, да, отвечать? Или нет? Ты читай, еще да. тут здесь да, еще да, читай, читай, здесь еще. Только в, ритме, Ивор... в ритме, да, не теряй ритм. Да. Ивар Небескосный отправляет 2000... 2400 рублей. Так. Здравствуйте, Евгений Николаевич. Mm -hmm. Словами не описать, как вы для меня дороги и сколько сделали для меня. Вы фактически стали для меня настоящим отцом. Желаю вам всего, чего желаете, вы вне каких-либо дат. Спасибо. Эвелина отправила 51. Канадский доллар. Преступно элегантному Евгению от поклонницы из Тель-Авива. Вот Ива. так вот, да-да-да. Как раньше шутили тель о виденье, да, да. Так. Евгения отправила две с половиной тысячи евро. С днем рождения от Евгения. Ждем с нетерпением встречи во Флоренции. Это очень красиво, вот видите. Евгений, Евгений от слова греческого, благородный, и благородные, так сказать, послать средства. Это, да, правильно, это правильно, так, так и надо. Вы знаете, что я вам скажу, без шуток. Вот если бы с юности мечта кому-то делать хорошее, перед кем-то уважительно преклоняться, не перед кем. Понимаете, это все изумительные люди ушли. Кому-то служить, только не прислушиваться, а гениально же у, -у, -у Грибоедова, служить бы рад, прислуживаться тошно, да, служить мыслу, идеи великому человеку. Это было прекрасно, их нет. Ну, вот, у вас там есть, у меня, я для вас работаю, да, дальше. Белла отправила пять тысяч рублей. Евгений, поздравляю mm. вас с днем рождения. Вы атлант духа, который удерживает на себе нечто вроде лоджии Рафаэля, а на них все самое лучшее, что, больше, что подарила нам больше. европейская Ты культура. Они такое красивое, да? Стоит только поднять голову, а там целый сон светил озаряющих путь человека, внявшего вашему. Глазу и осознавшего, как прекрасен и богат мир вокруг, какими красками он может озариться для того, кто осмелился стать собой. Желаю вам красоты, вдохновения и чистых нег. С благодарностью, Белла. Спасибо, спасибо. Немного другая, с другим посылом, но так. тоже с хорошей эмоцией. Да. Сергей отправляет 2000 рублей. Заметки доцента. Здравствуйте, Евгений. Я обычный доцент. Отбываю наказание в исправительной колонии поселения, каких у нас в стране хватает, особенно в последнее время. А не, а, наоборот, Я много не обдумываю. Я много обдумываю. Благо, времени уйма, а мозгов мало. <с Просыпаюсь ночами. Обычно так, обычно очень много думают, у тебя мало мозгов. Они прям сидят напряженно, как в позе Родена. И, вообще-то люди думают, что от количества, от времени, от количества, сколько он думает, что-то зависит. Это зависит от качества, от того, кто думает, какой мозг, а не от количества. Да. Просыпаюсь ночами, не могу стерпеть ужаса своих деяний, закрывая глаза, Передо мной предстает картина, да, да как я забыл, переписываю, как я переписываю из вашей монографии целые главы текста без ссылок на источник. Мне кажется, мне кажется, в свете последних событий я бы мог искупить свою вину. Так, тихо, тише, 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 ты, не надо ходить по парапету. Стоп, стоп. Он Ты не забывай, что, что я не в Риме, а в третьем Риме, в Москве. Не надо ходить по краю. Не надо, сидит и, си и сидит. Это да. скромный донат от всей вот. нашей хаты. Ну, там, я как у них это называется на профессиональном жаргоне. Ну, наверное, не знаю. Так, спасибо. Передавайте сельдельцам привет. Пущай тоже издалека смотрит. Дальше. Герольд отправил две с половиной тысячи. Дорогой и любимый Евгений Николаевич, позвольте выразить вам скромную благодарность. Под впечатлением от осеннего концерта ко мне пришли строки. В них нет ни лести, ни преувеличения. Ну как? Лишь нет лести чистая... что А что там будет -то еще тогда что? Да. Лишь чистая правда да. от чистого сердца. Давай, Тем более, что, что грядут великие события да. в виде ваших новых выступлений. Правда. И вот его небольшое стихотворение да. Титан и Бог. М -м. Его мне образ солнцем был, и полон чувств нежнейших. Себе представить я не мог эмоцию, что с ног собьет при встрече, речь отнимет. Я одинокий зритель в зале полном, В груди моей огонь горел, В смерч огненный он превратился, Когда взошло на сцене солнце. Все восхищение, плоды фантазии, Все было ложь при уменьшении. Но человек то был титан и бог, Красив, велик, могуч и нежен. Вот всегда мне говори истинную правду прямо в лицо. Замечательно, замечательно. Спасибо. Вот, вот для... Ар... что, что и дает силы, да. да. Артур отправил 4000. Это просто донат с пожеланием всего хорошего, Евгению Николаевичу. С уважением, Мхитарян АВ. Замечательно. Спасибо. Инна... спасибо. Инна отправила 100 евро. Инна уже Спасибо. на той стадии а, отправила, Ирина. когда у моих завистников, которые все это слушают, они уже в, пред, в пред просто прединсультном и заинсультном состоянии, что приятно тогда. А, извиняюсь, Ирина, Ирина, да. не Инна. И... и пишет она просто так. Спасибо, Ирина Цурих. Спасибо, Ирина. И, Иронька, у вас хорошая фамилия и еще лучше местоположение. Если фамилия, если... А если... Понимаете, если это ваша фамилия, ну... Ладно, а если это ваше местоположение, то, конечно, вообще здорово. Тогда. Вероника отправляет 70 канадских долларов. Дорогой Евгений, вы очаровательны. Позвольте предложить вам одну мысль на рассмотрение. Только а, ну, одну, я не люблю, она... это мне тяжело, эти мысли. А, здесь, ну, здесь она вкрат... вкратце, вкратце вот, да. а, мне, при, как предлагает... Как Байден, но и на листочке. Да, предлагает переводы, переводы Россия, видео это... на английский. <laughs> так, да. Предлагает, предлагает переводы на английский для Ютуба. Дальше переводите, далее пишет пожалуйста, после этого. На как, на все, переводите все меня на все везде. На Сарахиле, на все, на Тамильский переводите все, на все. Всем сообщайте, чем больше вы донесете слово мое до вообще, тем будет здоровее и лучше. Так. И пишет, что уверена. Все слушатели из Европы распространяли бы ваши видео среди знакомых европейцев. Я сама живу и работаю в Германии почти пять лет. Объяснять знакомым немцам отчасти получается. Но так, как можете донести вы, это бесконечный талант, который не пересказать с той же убедительностью и остротой. Евгений, спасибо огромное за всю вашу деятельность. До встречи в Амстердаме. Вероника, если слов, чтобы передать мысль, недостаточно, можете... Переходить к показательным, демонстративным, иллюстративным методам приобретя мерч в магазине канала Здравого Смысла. Правильно. Приобретя кружки, календари закладки, Правильно. книги, книги с автографом. все это, чтобы они видели. И, конечно же, лекции, лекции, живые лекции Евгения, чтобы вот, чтобы все чтобы слышали, хоть на них. русском, но они поймут. И на русском поймут. Еще поймут. Поймут, поймут, куда денутся. Еще Ссыл... съедят, покусают эти еще скоро и поймут. Так, да. Тогда... Ссылки на мерч, а также ссылки на книги с автографом и лекции в описании под этим. Думаете, роликом. Ролик... автограф на аукционе это вообще. Это, ладно, если у вас там нет интереса, нет смысла глубины, это же вообще такое иметь. Это... Уже ценность невероятная. Вот не понимают люди в целом, конечно. Да. Так. Антон отправил четыре с половиной тысячи. Здравствуйте, Евгений Николаевич. Спасибо. Благодаря вам в своей жизни я не успел совершить огромное количество ошибок. Молодец. Я Молодец. это знаю. И помню. Вот молодец, спасибо что не успел. Просто, ребята, сколько мне пишут те, кто успели до меня. До того, как меня послушали, уже натворили черт знает что. Потом пишут, ой, а как теперь это сам? Ну как теперь? Я же не могу теперь, вам сказать, как вам теперь. Да. И первую часть этого шествия завершим донатом Глеба, который отправил 22 евро. Он пишет вам... С любовью, милый Евгений Николаевич. Исключительно на праздные утехи. Пожалуйста, не могли бы вы прочитать стихотворение Иосифа Бродского ⁇ Я был только там ⁇ или же стихотворение Анны Ахматовой ⁇ Я научилась Я просто... Я научилась просто мудро жить. жить и молиться но Либо... Ну, понимаете, молиться Богу я не научилась пока, поэтому это самое. Ахматова, она вот у нее было, понимаете как, она великая, гениальная, но как иногда она вот в эту позу величия входила, у нее есть несколько стихотворений, где она там научилась просто мудро жить и так далее, писать стихи и молиться Богу. Вот. Ну, поза Ахматовой прям вот и что Цветаева себе не позволяла. Вот, она ж, живее была. Цветаева, Ахматова при всей изумительности, да, она как в эту позу вставала, так вообще как памятник стояла. Ну, поэт все-таки мягко, как-то живее должен быть. Да, так. Прочитать что-то, да? Либо любое стихотворение на ваш вкус и выбор. Благодарю любое. и обнимаю. Но ну, знаешь знаете, что, давайте так, чтобы не по заказу, а действительно, что, вот, что объективно, что у меня лежит на столе, да, то, что я сейчас читаю, не то, что, так сказать, как кто-то готовит или кто-то просит, а что вот читай, вот я вот и вот сегодня у меня здесь, у меня обычно вот здесь или, или там, я все что-то рядом, какая-то книжечка со стихами, да, и я так не то, что каждую прям вот, а в эмоцию что-то читаю себе, ну и, значит, почитаю и вам сейчас. Посмотрим, сейчас что-нибудь найдем. Что-нибудь вам такое симпатичное найду. Да, но ну, э, -э, -э Иннокентианинский, Иннокентианинский. Тоска за возврата, тоска возврата. Уже лазурь златить устала, цветные вырезки стекла, уж буря светлая хорала под темным сводом замерла. Немые тени вереницы идут через северный портал. Но ангел ночи бледнолицый Еще кафизмы не читал. В луче прощальным запыленным Своим грехом неотмаленным Томится день пережитой, Как Серафима Боттичелли, Рассыпав локон золотой И гриф умолкший Виолончели. Вот такой ранний Анинский. Сейчас я еще более ранний вам прочитаю. Вилла Национале. То есть это парк в Неаполе. Он же и коммунальный, он же городской. Просто парк на набережной. Я очень его люблю, несмотря на то, что превратили сейчас. Смычка заслушавшись, тоскливо волна горит, и луч Померк, и в тени душные залива Вот-вот ворвется фейерверк. Но в мутном чайне испуга в истоме прерванного сна Не угадать царицы юга, Тот миг шальной, Когда она развяжет, разоймет, Расщиплет э -э, золотоцветный свой букет, И звезды ровки рассыплет огнями дерзкими ракет 1890 год да вот были фейерверки в разных городских парках там тоже а, парк такой еще вытянутый вдоль набережной там прекрасная беседка очень много копий а, статуи из археологического музея и редкие, ну для того региона нередкие растения, конечно, пальмы. И вот вы можете смотреть на море, а можете на город и туда в гору это, конечно, изумительное место. Ну и еще прочитаю. Как приятно! Я вам читаю стихи, а те, кто плохие люди, подонки, послушали эти донаты, просто так вот отправлял. Средства, да? Они уже наверное, не живут. Это же приятно, так понимаете? Так приятно. Смерть Сигурда и Шарли. Нет, ну зачем нам смерть? Сейчас мы что-нибудь сплин. Сплин, ноги сейчас в, спли, в сплин впали, не надо. Бывают дни, землею точно спаян, Так низок свод небесный, так тяжел. Тоска в груди проснулась, как хозяин, И бледный день встает с похмелья золы, целый мир для нас одна темница, Где лишь мечта... Та надломленным крылом О грязный свод упрямо хочет биться, Как нетопырь в усердии слепом тюремщик дождь Гигантского размера задумал нас Решеткой окружить, и пауков народ немой и серый Под черепак нам перебрался жить, И вдруг удар сорвался безумный колокол Завыли и гудят, и к облакам проклятся э проклятия их летят в атагой злобную и шумный. И вот, без музыки, э за серой пеленой ряды задвигались, надежда унывает, и над ее поникшей головой свой черный флаг мучения развивает. Вот, представляете? Действительно беспробудный, беспроглядный сплин. И, э, и над ее поникшей, уже поникшей головой свой черный флаг с большой буквы заглавной мучение развивает мучение. Совершенно стихотворение абсолютно европейской формы и русской тематики. Такой сплин. вот Ну, понимаете, такой немецко-английский. Видите ли. Сейчас многие в плену, многие вот в таких каких-то э, мучениях, и вы успокойтесь, это на много лет. Я имею в виду не это, а вообще э, э, мы же живем среди идиотов во всех регионах, во всех странах и во все века. Это сейчас не что-то конкретное, реально, подумайте об этом. Поэтому не надо сходить с ума мучиться. Посмотрите мои специальные ролики, как вот не сходить с ума и как не мучиться, но в целом просто вы будьте готовы к забегу в этом сплине на, дол на долгую дистанцию. Поэтому сейчас уже не надо там отчаиваться или еще что-нибудь там такое. Заниматься не, 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 не продуктивным делом, да, так а, значит, эту часть ты вопросов уже произнес, да. И я стихотворение по просьбе прочитал, даже три, и теперь я почитаю немножко новости, да? Вот все-таки столько было донатов, Антон, правильно? Да, да, верно. И еще много их тут, да. Это много фото... сейчас я постараюсь в ритме. Но прежде всего, вот я хотел сказать, что. Конечно, неправы были марксистские методологи, когда писали об истории как вот формации. Не, не формации, нет этого так линейного формации, есть цивилизации. Я прилетел дней 12 назад из Рима, начало марта. И сейчас уже середина марта, уже вторая половина марта. Снег, сугробы. Сугробы. А я прилетел в Риме, уже цветут анимоны камелии цветут, уже нарциссы, фиалки, крокусы, понимаете, крокусы давно цветут, все зеленая красота, понимаете, и все это, то есть и политика общества, это э, идет от климата, от природы. Соответственно, если вы все время нахлобучены, вам холодно, вы закрыты, вы и закрыты, вы и из подлоби смотрите, и озлобленные, уставшие, и серый цвет лица, и прочее, прочее. Цивилизация идет, вот как она формируется, природа, климат, пространство, рельеф. этнос. Фи учите матчасть. Вот это физиологическая картина, физическая, понимаете? И, а, но вместе с вот тем, о чем я всегда писал, а, поскольку мы здесь живем а, в России более тяжелой жизнью, вот из-за климата в том числе и так далее, а, а это продуцирует уже на общество и прочее, вот, но мы изнывая под этим, сопротивляясь, и лучшие из нас, они, конечно, сложнее сознание, потому что у западных, что вот тебе солнышко, вот тебе красота, еда, ну красота, да, и тебе простое сознание. А у нас нет, у нас двойное, тройное, одним говорим одно, другим другое, думаем совершенно третье, или четвертое думаем, или, вообще не думаем, или думаем, как бы не подумать, и так далее. Это усложняет. Вот он появляется тогда, не просто юмор, у них там юмор, это подскользнулся на банановой кожуре, как смешно, ну невероятно смешно. У нас юмор жванецкий, у нас юмор глубже, тоньше. Вот это вообще не юмор, это не юмор, это жизнь. Это очень такая наша жизнь, это сложно. И а, наша интеллигенция и все, ведь а, мы смеемся не как они там смеют, ну так сказать заготавились, смеются. как, ну что? Мы ржем, мы ржем глубже, тоньше. Мы русская интеллигенция ржем глубже и тоньше жванецкий ржом, вот, и вообще интеллигенция э, отечественная, она у всех режимов последовательно отца, э, э, ну, терпит, скажем так, терпит все, так сказать, режимы, терпит, но с фигой в кармане. Интеллигенция от, терпит с фигой в кармане, с Подлой надежды на лучшую жизнь и э, на обретение, так сказать, исполнения Конституции. Очень подло надеяться, что когда-нибудь, пусть не сейчас, сейчас нет, мы даже ничего, мы не... даже и не просим, и не подозревайте, ничего. ничего, но потом, потом будет, потом будет лучше, может быть, когда-нибудь, значит, и не поверится самим, поэтому это все... Будет лучше, будет лучше. Вот. Сейчас, конечно, вот, но будет лучше, будет лучше. И вот это подлая, внутренняя мысль и надежда интеллигенции, что будет лучше, подлая, при том, что полностью слушается, ой, что изволите, да? да? все прочее как то изображает. Но это, конечно, ой, но мы глубже, мы вообще лучше. Почему там? Просто? Да. Uh, ну, тоже я, пос я напоминаю, посмотрите, я увидел в Ютубе замечательные кадры и в, в соцсетях кто-то перепащил. Дивно. Uh, обезьянки, сами настоящие, которые вот прям в учебнике, что так, все это обезьяна, их научили ритуальным всяким штукам, в чистом виде, как и придурки эти самые. И они ровно все делают, не отличить. Ну, по, по масштабу тела только. А так что не отличить, посмотрите, просто. Тоже не бритый. Так. Вот, отдельные идеи себе подметил, дельные мысли. Значит, папа Римский и его сотрудники должны иметь мужество, с моей точки зрения, поднять белый флаг и приступить к переговорам с одержавшим, содержавшими умственные победы учеными представители, так сказать, с представителями разных дисциплин науки и знания. что, ну, все очевидно, и, конечно, мне кажется, что достойно было бы со стороны папы римского и его братьев, так сказать, просто поднять белый флаг перед учеными и договориться уже вообще в конце концов, как и что. Да, ну и, конечно, писали спасибо. Мне пришла такая, опять, Гималай и Альпы писем записок относительно того, как я недавно размазал, ну, как и фигурально очень, я, я же, как в отличие от этих всех, не агрессивный, я фигурально размазал каких-то маразматических футбольнутых, футбольнутых. И 80% писем совершенно верно говорят, как там все это здорово сделали, какие они, в общем-то, так сказать, действительно все это печальное зрелище убогое на них смотреть. И 20% даже сами футболисты написали, извиняются, просят, то есть, что мы, мы не такие, это мы не имеем отношения к ним, и прочее извиняются прочее ну конечно все равно ребят гонять бессмысленно пинать мяч это глупость но хорошо что написали вот те кто написали это само по себе эмоционально очень тонко порядочно и в общем они молодцы кто захотел ну, как бы дистанцироваться вот, от этих... Это поразительно. Там два гаврика, один такой как бы как престарелый высушенный хипстер, очень внутренне злобный, невероятно, с такой срывающейся вообще. И это такой, такая категория приматов, которые о себе надумали, что они, ну, какие-то, они страшные слова интеллектуал, ну, какие интеллектуалы, ну, что они где-то что-то прочитали, странных иностранных слов, запоминали и думают, что какие-то мозги есть, никаких мозгов там нет. И второй очень, я думал, что он там без ножа, без, без бритвы, потому что очень сидел напряженный, и зрачки, в общем, ну, не хочу уж все говорить, что думаю, но, по крайней мере, эта ситуация, конечно, комическое. И что они только не делали, каких только подлостей не заготовили, все это видели. И какого-то там шута горохового, значит, ожиревшего поставили, мне, естественно, не сказав, где-то за кулисами. И какие-то коробки подготовили, которые этот лузер даже не сумел открыть. И камеры сзади и поставили, и скрытые камеры. Что только не делали, и все равно проиграли. Это называется не другому яму. Вообще всегда так. Вот кто-то мне пытается сделать гадость, подлость, и обязательно оказывается в луже, в собственной яме. Вот эта траектория, что всех предупреждаю честно, что так будет, нет, они все равно прутся по этому направлению с жуткой наглостью уже. Уж сколько их упало в эту бездну, сколько пытались мне сделать гадости, поспорить, все разгромлены, и огромное фанаберие приматов, что это, нет, вот я смогу по настенкову что-то как-то, ну это же просто, ну куда это, ну это детский лепет, и дурь. Поэтому... И показали, они хотели защищ... защитить это потное дурное гоняние меча, и показали как раз ну, такой позор этой игры всех, кто связан, показали какого-то крашеного, стиплого, дурнодетого, немытого задрота который что-то там пытался, что взял в руки этот микрофон, как-то в 70-х годов или что-то смешно, пытался какой то дурь спросить, руки дрожали, сам он степел, ведь он вас боится, хотя он что-то или в Риге, или где. Показали несчастного парня, он уже стал инвалидом из-за футбола уже стал нет он сам продолжает и вместо того чтобы э, заниматься своей головой интеллектом начать наверное, учиться читать книги и думать э, он продолжает пинать мяч и, естественно когда начал говорить сказал ахинею полную на ошибался даже не проверил не то что в книжках в интернете не проверил что он там говорит по истории и естественно показал свою э, дурость и агрессивность хамство говоря что вот мы футболисты больше чем вы историки Просто дурочь сказать, потому что если ума нет, значит его свой не представишь. Таким образом, они показали самые худшие примеры а, в футбольнутых показали, что вы будете либо а, значит, престарелым хипстером, либо задротом, сиплом нервным, либо инвалидом то есть по ноптикуму показали, как не надо продемонстрировали подлость, продемонстрировали такую глупость невероятную. И, в принципе, это такая энциклопедия, энциклопедия вот о футбольнутых. И как раз на днях, вот буквально на днях, мы сейчас я вам почитаю в новостях очередная дикая э, коллективная массовая драка, огромное количество переломанных э, да, значит, людей в больницах после футбольного матча прямо на футбольном поле и так далее. И не одна, кстати, две таких новости пришло. Что же это за Не игра. Если они к этому относятся как к войне, значит, это надо запретить. Если вы к игре, это просто глупость. Но это чушь. Вы гоняете мяч. Какая разница, кто куда этот мяч забил? Это игра, зачем э, устраивать драки и бить магазины витрины из-за того, что кто-то куда-то забил мяч? Это никак не связано, это психопатия. Вы понимаете? Вы, если вы из-за того, что кто-то не туда мяч забил, начинаете бить витрины или вандализировать фонтан в Риме это новость, тоже посмотрите. В 2015 году футбольные фанаты, дегенераты, вырожденцы, вандализировали фонтан Лабаркача творение отца э, Бернини. Вы вдумайтесь, это, какими надо быть дегенератами, вражденцами просто совсем конченными. И за чего то там, кто куда мячик гоняет? Почему есть фонтан мраморный, творение искусства? Вы же ничего не создали, вы ни на что не способны. Не то, что там мраморный фонтан, вы картошку не копаете, вы только уничтожаете. Поэтому, конечно, я всю эту дурь и все, что с ней связано, запретил, потому что ничего это не дает, а разрушений и дурости огромное количество. Но вот приматы из плохих семей, и маргиналы, и те, кто дворовые, потому что что во дворе? Я что во дворе книжки, значит, не обсуждают. Во дворе там дерутся по ножовщины, ну и пинать мяч вот уровень. И дальше все это они же со временем не умеют, а просто больше, так сказать, холестерина и прочее, а умата нет, вот в итоге они соответственно, и продолжает пинать, либо смотреть на мячик. Но вообще это странно. Какие-то мужики, парни уходят из семьи от своей тетки, которые как бы должны ей, ну уж какая она не есть, интересоваться этим всем. Обнимать все люлит вроде бы должны. Нет, они уходят в свои там компании, мужские смотрят на парней, которые, ну, не, не сильно, так сказать, кто-то в, в трусах или там, как это называется, спотные неизвращенцы, да, нет. думаю о чем вот что они там смотрят что они видят в этом Я когда представляю да так о чем о чем мы да новости 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 да, так что, как в качестве объявления, пожалуйста, дорогие друзья, размазываю бездарных блогеров и все делаю, так сказать, по их желанию, без вазелина. Вот так я в этом очень принципиально. Тема, которую стоит затронуть, это тема многообразия. Лжецы, болтуны и демагоги, леваки часто вякают слово «многообразие», «разнообразие». И это ложь, потому что леваки, левачество и социализм, и коммунизм это всегда унифицированность, это всегда отсутствие выбора, это всегда отсутствие разнообразия в магазинах, вы знаете, капит... и вот капитализм дает варианты, что вы можете купить, это красота и это много прекрасных продуктов, все. Социализм это нищета, пустые полки и так далее. И не только леваки не дают, а отнимают разнообразие. В Европе было разнообразие во Франции французы, в Германии немцы, в Италии итальянцы. Более того, что в Италии итальянцы? Венецианцы. Совершенно отдельные от неаполитанцев, непохожие. Миланцы и римляне. Во Франции, ну, сами понимаете, регионы, допустим, Нормандия, нормандский тип отличается и внешность человека, и архитектура отличается от Бургундии, от Эльзаса, Латарингии и так далее. Тоже Германия, вы знаете, Пруссия, Бавария, все. Теперь никакого разнообразия в Европе нет. Когда вы попадаете на любую, внимание, любую центральную площадь Европы, Парижа, Лондона, Рима, неважно кого, Болонии, Феррары, любую Мюнхена, Первое, что вы видите, это негра, причем обдолбанного, значит, всякими плохими веществами и так далее, который к вам цепляется. Он не просто, так сказать, там как-то вид, да, а цепляется к вам. Это первое, что вы видите на всех площадях. Никакого многообразия сегодня в Европе нет. Оно украдено, оно уничтожено леваками. Это преступление против нас всех, это преступление против человечности, в прямом смысле слова. Это подмена населения, которое создало великие города. Это уничтожение красоты, спокойствия ансамбля и просто спокойствия, что вас грабят и так далее на площадях центральных городов Европы, на вас нападают, вас достают, просто достают, вас трогают немытыми руками и так далее. Это катастрофа, с этим надо в прямом смысле бороться на всех уровнях, политически, лично, как угодно. Это главная проблема сегодняшнего нашего, вот нашего, нашего мира, понимаете? Это просто подмена нас на не нас, вот все. Это надо понять. Так что Почему я это говорю? Многообразие. Объясните, что надо разоблачать ублюдков левых лжецов и э, преступников, которые говорят про многообразие. Наоборот, они отнимают многообразие. И не только, так сказать, э, антропологически, но то же самое в архитектуре. Ну, миллион вариантов было региональная архитектуры или стилей архи архитектуры в Европе, да. Потом все это заменили на эти вот такие коробки. Бессмысленные, бездарные. Э, вот там когда-то были коробки из бетона, сейчас вообще уже из пластмассы, скоро будет из, не, вообще из ничего. Фантомы, э, это голые короли. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Очень много печальных несчастных писем, о которых я в общем переживаю. Это немного, это не сотни, это тысячи. Если э, доходят тысячи, помощники читают сотни, до меня доходят, если не десятки, то ну, около десятков писем они практически одинаковы. От разного возраста молодежи огромная-огромная боль, когда ребята, девчата получают образование, читают книги, видят мир, что вообще есть большой мир, и они из плохих семей, из маргинальных, разного варианта маргинальных семей, то вот эти антисемейки, причем часто уже распавшиеся или не распавшиеся, или мучающиеся вместе, они начинают как из могилы вот руки каких-то клешни вордулаков пытаются обратно к себе в это, в дерьмо, к червям, в скелеты забрать спасающих себя часто, так сказать, с моей интеллектуальной помощью людей обратно вот в эту мерзость, в эту навозную кучу там и так далее, и так далее. Говорят, что вот, как это ты не любишь, не уважаешь, вот семья это, когда они там били, гадили, не занимались, не воспитывали, держали в нищете и так далее, они не Думали, что это семья, это и прародители. А потом вдруг, значит, когда они поняли, что ребенок вырвался э, после института или как вырвался, так сказать, из этой гадости в жизнь ой, сразу семья появилась, да. Так что не верьте подонкам, вот знаете вот эту схему, что я сейчас описал, и, конечно, не возвращайтесь, и не смотрите назад как Орфей. Нельзя смотреть назад на эту гадость. Вообще, вы это то, что вы смотрите, поглощаете, слушаете, едите, вы не смотрите на уродливое, на плохое. Вы смотрите на прекрасное. Вы смотрите на прекрасное. Вот. Тем более, у вас есть возможность приобрести мерч. Ну, я вот уже много... Это еще что я себе отметил на все кричат, все верующие, православные на всех каналах, все чинуши советские, мордатые, значит, порторги перекрасились, перекрестились и прочее, прочее. Если вы такие крещенные если вы такие православные, да, то вы вообще не имеете права называть никого или делать какими-то там инагентами лживые и так далее, потому что вы не имеете права ни гневаться, ни, ни считать что-то ваш враг, или вы должны любить своих не то что врагов, а уж оппонентов тем более и так далее и нет уже никаких ино не бывает потому что если вы во Христе если вы во Христе то уже нет больше ни эллина ни иудея никаких наций никаких ино вот но поскольку они лицемеры и лгут просто как 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 дышит поэтому вот такая мерзость э, и э, клевета и происходит но ну, ничего все будут там где надо пишут часто в последние три месяца, что кашель у них по полтора месяца. Это пишут у детей, у подростков, это пишут студенты, где-то так до 30-35 лет. Вот. Это о чем говорит? Это говорит о том, что я годами предупреждаю. Вот эти новые вирусы, от которых все мучились, значит, с августа прошлого года по январь этого года, это или модификации китайского лабораторного вируса, или новые азиатские же азиатские вирусы. И в чем проблема? Нам сюда запустили толпу азиатов огромную, да, которые абсолютно выломали, проломили нашу экосистему. И эти вирусы, у нас их никогда не было, понимаете? Они проломили, и теперь это все у нас здесь витает, фигурирует и заражает. И это катастрофа. Это просто абсолютная антропологическая катастрофа. Нельзя пускать ну, абсолютно других по гигиене, по образу жизни, так сказать, толпу. Кого-то одного, там, двух, какие-то есть большие визы, если очень нужно, все. Но нельзя толпу. Поэтому надо менять в этом смысле полностью политику. Иначе просто э, люди будут дохнуть и или инвалидами станут. Ну что такое, что такое кашель два месяца, полтора месяца? Это ближе к инвалидности. Это дичь полная. Представляете, как еще таблетками глушить организм? Чисто не там, где убирают, там, где не мусорить. Не надо пускать. Так. Эм... тоже, когда вот вам говорят, вот СССР, там все, чего-то, пломбиры и прочее, и прочее, помимо остального. И при этом говорят, вот, вот, как плохо от нас то-то отделилось, это отделилось, эти нам не братья, то да, здесь конфликты и прочее к аргументам, которые вы используете, вы должны объяснять, что или туда, или сюда, или крестик снять, или трусы надеть. Либо вы за Российскую империю, либо вы за СССР, потому что большевики уничтожили, захватили страну, уничтожили, не просто уничтожили Российскую империю, они переформатировали территории неестественно лживо, искусственно. И все проблемы, которые мы имеем в последние десятилетия, это итоги вот создания искусственных, как они э, брали народы и перетасовывали вот так через границы по областям и прочее, создавали липовые республики и прочее, а потом все это менять это кровище и так далее. Поэтому э, огромное, огромное преступление совершили большевики. Вот это нужно понять и объясняйте, что... Мина замедленного действия это то, что создавали Совки-большевики. Вот когда эти вот так вот рубили э, республики сто лет назад. И, кстати, если вы, особенно Совки и прочие, так против всего иностранного СССР создали э, пришлые местечковые, приехавшие с согласия германского генерального штаба, вот уж кто иногенты, это Ленин и э, его банда, да? Вот, представьте, вот кто создал. Вдумайтесь вы это, в это. И главная у них идея была марксистская, иностранная. Это не русская идея. Марксизм, большевизм это не русская идея. И русскими они не были. И приехали они не из России, и не с помощью русских. Вдумайтесь вы это. А что у вас как биполярка или раздвоение личности? Здесь помню, здесь не помню. Здесь вы против всего иностранного, а здесь, ой, у вас Ленина и СССР. Ну, какие-то должны быть мозги. Это то же самое, как куча сейчас этих роликов. Спрашивают какую-нибудь девку, тетку, дядьку. И говорит, ну как вам жизнь? Ой, плохо, то плохо, это плохо, это опасно, это ждем, это ужас, это просто кошмар. Вы за кого? Да вот за того же. Ну что, дебилы? Ну, конечно, дебил. Так, что я спрашиваю, я сам же объясняю это много лет. Дальше, ну что дальше? Тоже надо так в целом объяснять, понимать и окружающим объяснять и особенно хорошим, кстати, для поддержки. Видите ли, мы в, в чем смысл ситуации, суть ситуации? Мы все хорошие, приличные люди образованные, дельные, думающие, с э, рациональным мышлением, с э, критическим мышлением, просто порядочные и так далее, мы все в заложниках. Это не только у нас. Это так по всем странам, просто где-то процент больше-меньше э, гадости. Да? Мы в заложниках у быдл, у бездарности, у лузеров, у там, разных агрессивных нищебродов и так далее. И поскольку бездарных и не трудящихся, необразованных и прочих их больше всегда, но ну, всегда больше бездарных, чем талантливых, всегда больше непорядочных, чем порядочных, всегда больше некрасивых, чем красивых. Это всегда так. Просто если, конечно, в одном месте давить крепостным правом, давить, так сказать, гулагом, уничтожать людей сталинскими репрессиями и цензуры, и так далее, конечно, где-то быдло будет больше, потому что оно и больше сохранилось, и оно больше давит, и его больше пестует. Поэтому где-то больше проблемы, где-то меньше, но это везде есть. Поэтому надо понимать, что просто мы в заложниках у толпы э, выродков. И вот в этой ситуации... Во-первых, это надо инженерно понять, не то, что, понимаете, не надо левачества, когда все одинаковые, все равны, все это левачество, все разные, очень разные. И по-хорошему тоже разные, когда внутри хороших тоже разные есть. Вот нужно разницу понимать. И надо понимать, что, знаете, это, ой, ну как же он или она что-то такое может глупо говорить? Может. Более того, она, он должны так глупо говорить, потому что это научно обоснована. Эволюция неравномерна. Приматы в целом глупы. Вот что приматам скажет там хозяин, этот самый овцевод, я не знаю, жрец или зомбоящик, разные технические средства в разные эпохи, то приматы будут временно до могилы делать. Это же правильно у Брехта. Идут бараны в ряд – бьют барабаны. Кожу для них, для барабанов, дают сами бараны. И сами бараны. Вот такой зонг был. Это в спектакле с знаменитым Юрия Петровича Любимого. Да? Поэтому, конечно, вот в 1964 -го года. И это тоже, ну слушайте, сколько, сколько лет пьесам Брехта. Сколько лет спектаклю 64 -го года, спектаклю любимого, который был первым спектаклем обновленной Таганки, театр на Таганке. Это все давно, все ясно. Все ясно давно. Все уже написано, переписано, изучено, обсмеяно, анализировано, все. Только читай, смотри, вспоминай. Не могут, не, не, нет мозгового вещества лениться бояться. А быдлу ему легче, когда ему врут, какое оно великое, о, быдло, какое великое. Чего делать не надо? Ничего делать не надо. Это как можно ритуально биться, биться о доску, биться. Не надо же ни книги научные читать, просто бейся и все. Это проще. Вот поэтому это простота, то есть не простота, а примитив – это ужас. А мы живем среди вот этих приматов, которые они очень разные. Вот кто-то гениальный пианист. Посмотрите, вот просто ролики. Посмотрите, вот наберите пианист и играет человек изумительно, потрясающе, красивая музыка. Это все, эти клавиши, ноты, одежда, все. И после этого ролики очень модные, как э, алкаш в десятом поколении, э, наспор при всех на кухне, а с себя бьет бутылку. Просто облоб бутылку бьет, ну, чтобы она разбилась. Бутылка показывает, ну, как бы это вот показывает, какой он крутой. И вот сравните, поставьте вот пианиста, и как алкаш бьет бутылку. К примеру, таких примеров миллион разницы. А говорят, по какому там по образу подобию? Это просто разная эволюция. Один пошел так, другой так что у всех разные это по мозгу видовая разница бывает что один гений другой бездарность один талант другой очень средний один способный третий ну серенький что это разница и вот основа всего – это понимание разницы. А леваки подло обманывают, что все одинаково. Ну, как одинаковые? Вот вам великий ученый или музыкант, а вот вам спившееся быдло. Причем оно не спилось с какого-то уровня, оно изначально, но с детства вот так вот пило, пило, пило и все. Что вы родили такие же деградаты вырожденцы. А им нельзя было рожать. Что нельзя вырожденцам, нельзя наследственным алкоголикам рожать. Но это очевидно совершенно. И главное сейчас, ой, рожайте, рожайте. Слушайте, главное не родить, а воспитать. А на воспитание нужно образование, интеллект, квартира, средства. Вот что нужно на воспитание. И не надо врать, иначе куда вы родите, каким они станут, маргиналами, нищими бандитами? Хорошо, если они просто, так сказать, родятся скотами, а если они родятся вдруг в рамках индивидуальной изменчивости со сложным мозгом, они будут мучиться и страдать, что они в безвыходной ситуации. А куда эти нищебродом? Как зарабатывать? Либо спиваться и быть нищебродами всегда, либо зарабатывать самым худшим способом, о котором я, естественно, пока не буду говорить. Ну... И вот тема Бер... Брехта, Берток Брехт. Кожу для, бар... Кожу для барабанов дают сами бараны. И сами бараны несколько раз повторяются. Спектакль, пьеса Добрый человек из Сезуана. Из касающихся, в общем, всех новостей. Ученые из США установили, что коронавирус, так называемый, то есть китайский вирус, уханьский вирус лабораторный, вызывает преждевременное старение клеток головного мозга, то, о чем я говорил с 2020 года. Это может провоцировать ужасные последствия, например, поражение мозга, аналогичные болезни Паркинсона, то есть кранты. Эксперты разделяют эти опасения и напоминают, в 2021-2022 годах были опубликованы данные о том, что вирус был обнаружен в клетках головного мозга умерших от COVID-19. Ну вот, это вот сейчас ученые дошли, но это было очевидно. И этот туман в сознании, и постковидные синдромы. Мне все пишут про туманы в сознании. Ну так нужны иски против Китая. Китай совершил преступление. Не, безнаказанное. Дальше тоже из новостей. Террористическая группировка «Хамас» и террористический палестинский исламский джихад, они запрещены в Российской Федерации. Это как бы счастье, что официально запрещены в Российской Федерации эти организации. Обвиняются в использовании детей солдат в войне против Израиля и всех цивилизованных стран. Вот уже дети солдаты. Армия обороны Израиля обнаружила неопровержимые документы, фотографии, видеозаписи палестинских детей которых используют как боевиков долгие подробности, но в общем захвачены материалы. Среди прочего дети-террористы переносят взрывчатку в пакетах от овощей оставляют ее там, где приказали старшие террористы. Представители ЦАХАЛ предоставили документы, по которым более 170 несовершеннолетних активно участвуют в военных действиях Хамаса и палестинского джихада. Эти организации запрещены в Российской Федерации и в секторе ГАЗа. И вот эти террористы с раннего Возраст целенаправленно учат детей ненавидеть Израиль и всех евреев вообще уже в школах, в молодежных движениях, в летних лагерях, дети проходят теоретическую и практическую подготовку юного террориста. В общем, это полный ад. И то, о чем я тоже говорил, вы должны понимать, когда мирный, мирный, вот вам мирный, пожалуйста, в чем это все на кадрах. Я с детства помню новостные кадры просто новости. Вот новости там, Париж. Рим, Италия, Германия, там какие-то открытия, культуры, выступил такой музыкант, все. Новости, сектор газа. Значит, э, дети, э, там обвешенные, обвешенные все автоматами Калашникова, патронами, всем, чем можно, э, камнями и бросают, и стреляют, и так далее. Вечная пыль, грязь. Ну, да, и, конечно, сообщается, что Европа и США направили очередной миллиард значит, долларов или евро на помощь им тем кто стреляет и занимается терроризмом. Ну что же это такое? Дичь полная. Полная дичь. А, ну долгая новость. И это, кстати, это другое разное. Нельзя все прочитать в стриме и не нужно. А, ребята, у кого есть вообще мозги, кто хочет быстро и все, что нужно в новостях знать, подпишитесь просто на мой телеграм-канал. Потому что там вот... Uh, как вам объяснить вас и так уже просто раздербанили по всем то читайте это смотрите не надо несколько минут в день все что по сути и точно и правильно вам сказано у меня. Потому что вы тратите время на все. Вас отвлекает. Посмотрите, сколько посмотрите про всякие военные действия, посмотрите, ой, значит, мечта или надежда на это обсуждают там месяц только вот это, что это туда, два сантиметра сюда, что в итоге ничего в итоге. Да, и никакой надежды. Или там надежда на, на безнадегина. Еще тоже значит, была вот эта безнадегина, потом и так далее, и все. И вы тратите месяца, годы, всю жизнь на это, на пустоту. Вдумайтесь, сколько вы потратили на обсуждение липовых псевдоэкспертов разного рода боевых действий. Когда обсуждают, что пойдет, не пойдет, через сколько, а вот нет, это пойдет для того, чтобы окружили. Да ничего этого не будет. Понимаете, ну вы послушали ахинею, и вы ни с кого из них не спрашивали, а почему вы, вот вы нас обманывали, вы нас водили за нос, почему ваш эксперт ошибся в прогнозах по какому-то там контрнаступлению или контротступлению, неважно. Ни с кого вы не спросили. Как вы не спросили из тех вирусологов и псевдоврачей, которые надо в тюрьме держать скотов, которые обманывали вас, полностью ложную информацию говорили, что э, китайский вирус не передается от человека к человеку, что пандемии не будет, потому что это обычный грипп. Это говорили люди с академическим статусом, которые получают деньги академика. У них оклад академика. У них не просто уже отнять этот оклад, ты надо в тюрьме держать, кто это вякал про простой грипп. И ахинею несли про какое-то, что Пангалин где-то встретил летучую мышь, и после этого весь мир заболел. Идиоты. Кстати, что на них потратили деньги на образование в вузах, надо отнять, пусть они вернут эти деньги. Пусть они вернут всю зарплату за то время, пока они работали на своих должностях и так далее. И сядут в тюрьму за ложь. Вы ни с кого не спрашиваете. Так же нельзя. Вас обманули в оценках и прогнозах те, кто называют себя профессионалами во всем. С вирусом, в политике, во чем угодно. Там, в боевых действиях и так далее. Почему вы не спрашиваете? Почему, по крайней мере, перестаньте их смотреть? Нет, я смотрю, опять, каждый, по три раза в день кто-то, скажем так, каждый день штук 10 более-менее раскрученных болтунов псевдоблогеров, гопников, Какие-то, которые переехали, какие-то здесь, несут полную ахинею. Вы это слушаете. Ни о чем. Вдумайтесь, сколько вы потеряли времени. Все, что надо по сути, по делу. Я вам сказал, это правда. Но это так. Вы можете честно сказать, да, вот все, что говорил по насеку, это все, что нужно было знать. Все. Все остальное липа. Нет, но у вас неврозы, у вас психозы, вам надо что-то вот так вот тереть, чесать. Уже... Ой, кто что сказал, а вдруг, а вдруг, да не вдруг, не будет вдруг. Учитель мать часть. Потому что вот здесь, если написано 200 лет назад, что было, значит, оно вдруг не может быть другое, понимаете? Так, ну про мирное население газа понятно. А... Немыслимые совершенно времена, вдумайтесь. Вот Байден США и э, уже просто армия миллионы, вдумайтесь. Каждый день сотни тысяч, миллионы э, бандитов, армия вторжения дикарей сейчас идет э, в богатейшую страну в США, там где люди работают и прекрасно живут, они разрушают, грабят и так далее, приносят вирусы. И границы нет, границу отменили, и президент страны, глава страны, э, товарищ Байден. Он просто запрещает, внимание, вдумайтесь, он запрещает пограничникам защищать границу. Вы вдумайтесь в это. Такого не было в мировой истории нигде никогда. Это и есть рак организма государства, это левые. Левые ⁇ это просто раковая опухоль. Вот Байден левый, и поэтому он открыл границу для врага. Как, собственно, и европейцы для террористов. Вот еще одно замечание тоже себе, так сказать, отметьте. Я себе записал идею, а вы себе, так сказать, продумайте. В принципе, если по уму, вот я как атеист поддерживаю все, что сейчас происходит по линии клерикалов у нас. И правильно, в общем-то, что попы выбрасывают разных как бы полуприличных и оккультурных у минских. А то они опаснее, чем просто, откровенно, те, которые. Так что нет худа без итоговых положительных моментов. Но это если чистым разумом. Важный момент тоже. Плохо, что мы так описываем подряд, но время, время мало, уже, так сказать, и, и то сейчас полночь. Из того, что происходит на, в, в, на, в, на Украине, в поскольку сделали вы, ребята, там ровно наоборот тому, что я говорил, а я говорил заниматься экономикой, бросить глупости с попами, значит, заниматься наукой, фундаментальной наукой, просвещением, не носиться с мовой и так далее, вы сделали наоборот. Полностью наоборот. Получили ад. Ад получили. Потому что сделали наоборот. Потому что вместо науки вы носились с попами. Попы вам помогли? Попы вас защитили? Нет. Вы опять несете деньги попам за похороны. Я говорил, не надо внедрять, вдалбливать большевистскими, хуже того, методами, запретами мову. Вы стали украинизировать. Внимание, если вы хотите какой-то регион украинизировать, вы вдумайтесь даже логически, значит, получается, он не был украинским. Вы думаете, что вы сами делаете. И вы хотите, чтобы вас защищали, чтобы в вашей армии, так сказать, служили люди, которых вы объявляете как бы людьми второго сорта. Это безумие. Как никто не будет вот принимают подлые значит, меры антизаконы против свободной любви. Вы что думаете, что на, на благо страны будут работать те, кого э, запретили, кому запретили нормальную жизнь, свободную любовь? Нет, конечно. Значит, вы потеряете огромное количество творческих людей, которые должны, так сказать, творчески помогать развитию страны. То же самое вот... Понимаете, а там у вас э, в Украине, делайте эту абсолютную ахинею. Зачем вы насильственно, искусственно что-то вдалбливаете? Все может быть только на основе естественной конкуренции. Только капитализм, только свободная конкуренция. Если нет конкуренции, все, это идет в чистом виде к фашизму. Вот если вы хотите что-то, особенно если культурно, политически, насильно делать, все, это сторона фашизма реально. И тогда у пропагандистов получается замечательный реальный факт. О, вот все, вот теперь все есть. Вот все, пожалуйста. Факты. Действительно фашизм. Зачем это делать? А чем вы сделали все наоборот? Вместо свободы – запрета. Вместо науки – попы и так далее получили ад. И то, что я наблюдаю и приходят жучайшие письма, как вот эта вещь хватает, хватает на улице, хватает уже кто-то в масках стариков, ходит уже маразм, безумие. Зачем это устроили все? Или свобода, или не свобода. Никто не будет защищать не свободу. Это безумие. И изменение сознания общества. Тоже пишут, как странно, безумно, комично и катастрофично, когда люди вот на Украине думают уже, ой, ну так, значит, как бы трусливые а и с оглядкой, а можно ли что-то отмечать, а можно ли что-то праздновать, а как это, а что скажут, они а придут ли, они а осудят ли и так далее. Поселился страх в людях, поселился страх – это самое страшное. Вот это самое жуткое, самое подлое, самое разъедающее страх. Это нельзя допускать. Человек должен жить, как он хочет. Личность сама принимает, что он праздновать, не праздновать, печалиться, не печалиться, участвовать в чем-то, не участвовать, защищать, не защищать. Сама личность. И только личность есть высшая ценность. И если у всех, вот у каждой личности будет все хорошо, это не эгоизм. Если у всех все будет хорошо, значит и в целом у всех все будет хорошо, но это математика. А если всех давить, у всех будет плохо, и в целом будет все плохо. Но это же очевидно. Это опять теме капитализма и социализма. Так, так что не надо вести идиотичную борьбу с городским языком и городской культурой. И отметьте доносительство. Пишут, какое дичайшее последние два года доносительство. Вот, и ладно у нас, у нас вроде бы как там переживаем, постепенно уходит в Украине сейчас. Но это ужас просто. Доносчик это подонок. Это слабак, лузер и дурак. Дальше. Тема важная. Тоже вот отметьте себе. Как бы я сформулировал э, по этому сюжету, липовые, именно липовые идеологические организации, сляпанные по указке разные там движения назад это мусор, который уничтожает личность. Со всех сторон жалуются, какими подлыми и пошлыми методами загоняют в стойла, которые исторически уже отмерли эти стойла. Все эти так называемые движения уже мы проходили в те исторические этапы определенных стран, которые надо бы осудить исторически и не вляпываться в них снова. Но это не только вред личности. Вы и государство, общество на этом зыбучем песке обязаловки, обманы и распила бюджета не построите. И глубоких знаний, убеждений частного человека тоже не будет, потому что а, глубокие убеждения, это формируется исключительно а, личностными качествами и личностным путем знаний. это не сверху. И надо понимать, что суррогатные коллективы уродуют пейзаж, они вредны развитию личности, они ненавидят индивидуальность, а значит будут забивать талант, свободу. А это вредно и для отдельного человека, и для страны, потому что тогда э, талант не сможет созидать важное всем. Опять к теме социализма и капитализма. Важное. И э, на мое удивление могу сказать просто настоящее браво э, Такаеву, президенту Казахстана. Вот что из новостей мы читаем. Президент Казахстана Касым Жамар Такаев призвал бизнесменов строить школы вместо мечетей, ясно высказался против навязывания ношения никабов и в кавычках, так сказать, цитата выпиющего мракобесия в виде преступной практики похищения невест. Среди тезисов его выступления а, Такая попросил бизнесменов строить школы, библиотеки и больницы вместо мечети. Это их социальная ответственность, а, так появится новая по духу национальная буржуазии. Потомки будут благодарны. Он также высказался против ношения женщинами архаичной религиозной одежды, никабов, которые пытаются, это я цитирую его, пытаются навязать радикально настроенные неофиты. Вообще самое стр страшное это неофиты. Вот совки или их дети, которые, которых вогнали в какое-то там средневековье. Это вызов традиционным устоим и ценностям Республики Казахстан. Цитирую. «Дело в том, что в последние годы в нашей стране стало много закутанных в черное одеяние людей. Это противоречит мировосприятию нашего народа, является бездумным копированием инородных норм, обусловленных религиозным э, фанатизмом. Мы не должны отрываться от своих духовных корней и размывать свою национальную идентичность, то есть нормальное светское советское воспитание. Э, создается впечатление, что люди намеренно скатываются к морали и поведенческим моделям Средневековья. В нашей стране есть те, кто, прикрываясь якобы национальными традициями, предпринимают попытки навязывания практики на похищение невест. Такое вопиющее мракобесие не поддается никакому оправданию и идет в разрез с идеалами прогрессивного общества. Считаю, что подобные факты требуют не только морального осуждения, но и правовой оценки. В общем-то, я хочу сказать, что Такаев молодец, и, в общем, наконец-то он молодец. И вот он представитель определенного азиатского региона, и изнутри лучше других понимает опасность э, исламистского фанатизма, мракобесия и скатывания экстремизмов в итоге к терроризму. И как человек, получивший образование в приличном э, светском вузе, он понимает ситуацию. Но данную проблему, э, эту опасность не понимают ни в Европе, ни даже у нас. А, в общем, необходимо срочно защищать, защищать Европу и нашу страну от упомянутого зла, э, потому что это как чума Наползает на нашу землю. Да. Ну вот, еще важный момент. Посмотрите тоже в Телеграме, видео это уже просто развитие. Семья, семейка негров. Он такой жирный, огромный сидит, она жирная, огромная, и бесчисленное число, так сказать, детей, они в магазине, на полу сидят в магазине, обжираются тем, что грабят, воруют. То есть просто они берут, вот открывают, грабят, открывают упаковки, жрут, едят, и папаша этот ублюдок учит детей и всех, вот кому он это сообщает, что спокойно воруйте это правильно, грабьте это правильно, это хорошо, и главное, вам ничего за это не будет. Этого не было в мировой истории, никогда в мировой истории, ни в одном регионе, ни в одной стране, ни на одном континенте, ни в одном судебнике, никогда ни в закон... никогда не было узаконенного грабительства и воровства. Сегодня в США и в Англии как минимум до 1000 долларов, до 1000 фунтов можно официально грабить, а на самом деле и больше. Это гибель, это самоубийство всей страны, государства и общества. Это абсолютно невозможно. И вы каждый в своем месте, в тех странах, у нас здесь, должны это объяснять, сопротивляться и срочно это пересмотреть и заняться этой проблемой. А, нельзя допускать, что просто ублюдки жили, жировали, жрали и грабили за счет людей и издевались, хамили. Это, вы знаете, как... Он надругался, этот скот, вот этот скот надругался над всем самым важным для человечества. Это созидание, труд. Он надругался. Можно не работать, а просто воровать. Над законом. То есть можно и даже нужно воровать, он сказал, ублюдок. Да? И над смыслом. Он показывает бессмыслицу. Он будет плодиться вечно. Он плодится, что-то один трах, это грязь в грязи, по пьяни трах, но еще, еще будет, еще будет, еще трах, еще будет. И все будет жрать и воровать на нашем горбу. Кого черта? Гнать к и матери, и все. Сажать, гнать. Ну что сажать? Они будет опять на наших э, деньгах. Нечего, надо просто гнать. М -м, дальше. Вот э, на самом деле очень-очень дельная, показательная э, тема, сюжет. М -м, я думаю, что вы все заметили, периодически м -м, и системные, системные пресс-анти СМИ, и, в общем, остаточные уехавшие свободные СМИ. Проводят некие социологические опросы. И те, и другие социологические опросы и подконтрольные, и неподконтрольные, в разных процентах, но абсолютно точно сообщают две вещи. Молодые образованные и хорошо зарабатывающие, им нравится одно, а престарелым, необразованным и плохо зарабатывающим нравится другое. Вы прекрасно всем понимаете, что. Я имею в виду политически, что происходит. И одни поддерживают, другие не поддерживают. И наоборот. Это публикуется. И даже публикуется в системной прессе. И почему-то никто, нет ни у кого эмоций закричать, слушайте, ребята, вот вы опубликовали, даже режимно опубликовали молодые, образованные и работающие, Хотят того и не хотят этого. Значит, давайте так и делать. Почему же вы делаете, как хотят престарелые, необразованные э, и лузеры? Почему все для них делается и под них? Ну, то же ясно почему. Но так же нельзя больше. Но так и есть. И так, к сожалению, будет, потому что все молчат и те, кто образованные, зарабатывающие, молодые и так далее, дезорганизованы, трусливы, иногда глупы. То есть в профессии они умны, а так это. И что такое глупость? Ну, они поняли, но они не поняли, насколько это важно продвигать. Что не просто, а еще и сделать действие и так далее. Вот говорите об этом, хотя бы смотрите, вот, же, вот как надо. Вот видите, социологические опросы показывает и оброс, молодые, образованные, зарабатывающие, они смотрят и слушают людей в интернете, меня, а престарелые, необразованные и не зарабатывающие слушают зомбоящик. Ну, все же очевидно. Об этом надо кричать, я в смысле не громкость, а в смысле, ну, как бы говорить об этом важно. Из этого надо исходить. И отсюда надо двигать все реформы страны, любой. Это надо делать в интересах, и в, даже не в интересах, это в интересах всех. Это в мнении думающих и способных приличных у за кем будущее. Нельзя же делать э, как бы вследствие глупости и отсутствия перспектив. Но это очевидная вещь, но об этом не говорят, никто об этом не говорит. Они публикуют, посмеялись, улыбнулись, ужаснулись, поплакали, все, для их результатов. Да. Из новостей еще. Во Франции исламисты вандализировали и осквернили более 50 христианских могил. Еще раз снова. Ну, сколько можно? Ну, когда эти... Я ведь сам с собой сам понимаю, что дебилы проснутся в Европе. Ну, что, вы, что вы напустили? Что вы сделали? Это катастрофа. Хуже оккупации не было никогда. Значит, могилы французов испачкали агрессивными исламистскими надписями и лозунгами «Франция наша» с упоминанием конфессии тех, кто осуществил вандализм. Последние годы подобное стало регулярным и будет хуже. Ну и так далее, и так далее. Ну вот все ясно. Да, следующее то же самое, вот из, из той же, так сказать, череды новостей с чем я борюсь и так далее. Электросамокат взорвался и полностью сжег квартиру в Москве в Отрадном. Дегенерат самокатчик поставил его на зарядку и раздался взрыв. В кавычках дальше цитирую новость. После начался пожар. В итоге однушка в Отрадном почти вся сгорела, говорит в сообщении прессы. Отмечает, что мужчина успел, к моему большому сожалению, выбежать только полный запрет этой чумы, мои дорогие. Только полный. Электросамокаты, это ублюдство, должно быть запрещено. Вот смотрите. И не надо ничего вякать. Вот вам сейчас пример. Он поставил на зарядку это мерзейшее, ублюдское, маргинальное существо. Оно взорвалось и уничтожило квартиру. Он опасен. Это дегенерация самокатчик, опасен для окружающих. А он зарядит, значит, выйдет и будет ездить где? Он будет ездить по части, где люди ходят. Вы понимаете? По пешеходной зоне. Потому что э, абсолютные кретины позволили это делать. И, конечно, здесь на первом месте надо расследовать коррупцию, воровство чинуш, которые продвигают э, самокаты, в том числе в пешеходной зоне. Кому это выгодно? Я считаю, что те э, э, нечистоплотные существа, сидящие в высоких креслах, они известны кто продвигают издевку и терроризирование миллионов людей в нашей стране, которые не могут больше нормально ходить и дышать на улице, просто невозможно выйти из-за самокатов, вот они должны сидеть в тюрьме долго, потому что они совершили тихчайшие преступления против всего народа. Это мое убеждение. Уже есть пешеходная зона, она так называется. Там нельзя ездить. Понимаете? Нельзя от слова, совсем от слова нельзя, потому что она пешеходная, там люди ходят. И сколько сбивают, сколько травм, сколько издевательств. Уже все это есть в новостях. И все равно это преступление продолжается. Слушай, это выгодно мерзавцам, гнили. Сколько на площадей – как вы смеете, чинуши, ставить на площади ряд этого дерьма самокатов? Есть утвержденный архитектурный облик площади. Ее нельзя перегораживать дерьмом. Заберите свое дерьмо обратно, а то приезжают в великий город из Кислодрыщенска и начинают уничтожать эстетику. Ничего, вы будете сидеть в тюрьме. Все ваши имена известны. Сейчас это опять начнется с весны мерзость. Уже выползают ублюдки с самокатами и ездят по людям. Ездить по людям – это преступление. И каждая скотина думает, что до него не доберутся и не узнают. Доберутся. К сожалению, не сразу, но точно доберутся. Вы знаете, мои прогнозы всегда верные. Но вы обнаглели. Ничего. На всех найдутся, на всех. Ну, вот на днях был день рождения, продолжают писать письма. Я их читаю. Вот я хочу сейчас зачитать парочку. Это не для себя, и это обо мне, но это я хочу сказать благодарность тем людям, которые с живой душой, у которых есть мысль мозг, чувства, которые не истлели. Вот что пишут. «С днем рождения, Евгений! Вместо пожеланий веселой истории, которая сегодня произошла со мной. Один знакомый офисный увидел э, мой пост к вашему дню рождения, он прочитал, увидел, как я написал про м, вашу любовь к самому себе и выдал. Понятно, почему он любит себя. Был бы я таким ярким, тоже бы себя любил. А он с седой в 33 года, забитый с походкой инвалида, хороший вам весны, вам тоже. И вот это уже действительно от души. А, вообще русская литература, конечно, жива. Евгений Николаевич, то, что вы даете, в миллиарды раз ценнее всего того, что в жизни вообще можно услышать. Вы человек с гигантским смыслом, рядом с которым другие смыслы просто скрываются в тени. Я люблю представлять ваш путь, что читаю ваши книги, танго в одиночестве, время, которое вы провели в архиве музея «Панорама. Бородинская битвы, как вы на даче сорта растений, впервые прочитали Иосифа Бродского и Томаса Мана, потом самостоятельное изучение вокала, монографии, все истины, которые вы подметили в окружающем мире. Вы смогли это все сделать в одиночку, а затем еще и обучать других. Не знаю, что с человечеством, но меня вы точно спасли, хоть и издалека моя мечта побывать на вашем выступлении». В любом случае, вы величайший архитектор. Вы сконструировали совершенно новую вселенную и приглашаете в нее всех, кто хочет чувствовать и мыслить. И признаюсь, мне самовлюбленно приятно, что я смог в ней оказаться. От вселенной недалеко до всего, в кавычках. Так вот, вы все, люблю вас. Ваше учение – это счастье. Это не псевдомораль очередного теологика. Евгений Николаевич, то, что вы и даете, в миллиарды раз ценнее всего. И, во-первых, мой комментарий. Огромное нежное сердечное спасибо. Это проницательно вы написали, но вдумайтесь. Вот правильно, правильно все сказано. Когда в моем детстве, в юности, у меня меня не было, чтобы направить и показать смысл и эстетику, вот так все объяснить на стримах. Я был один, я сам себя вытаскивал. А вы теперь счастливы, у вас теперь есть я. У меня был, у меня был Наполеон, конечно, не лично, хотя даже очень-очень лично и близко. И вернемся снова к таким уже вот от личного и красивого к общественному неприятному к коллективу. Из новостей мошенников от науки и, в общем-то, из новостей Аллахах. Крупная канадская компания по тестированию ДНК домашних животных перепутала человека с собакой. Тест показал, что репортер, называется WBZ News, является смесью аляскинского маламута, шарпея и лабрадора. В качестве эксперимента журналистка отправила необходимый мазок в несколько компаний, специализирующихся на генетических исследованиях домашних животных. В двух компаниях сообщили, что в предоставленном материале не хватает данных для получения достоверных результатов, но не поняли, что она как бы человек, а не собака. А канадская DNA MyDog фирма посчитала ее ДНК вполне собачьей. Ранее подобный эксперимент проводила другая журналистка. Тогда, благодаря исследованию, проведенному этой же компанией, жительница Нью-Йорка достоверно узнала, что она на 40% колли, на 32% канекорсу и на 28% бульдог. Ну, в принципе, я все, может быть, я ее не видел, все возможно. Еще мой комментарий. Вот это именно то, о чем я много раз говорил. Не ведитесь на мошенников с подобными генетическими тестами, где белым часто сообщают, что их близкие предки – негры. А потом еще и на ТВ-шоу пафосно обсуждают и обнимаются. Тут уже пошло дело дальше. Все эти тесты для бездельничающих домохозяек, хипстеров, офисного планктона, не читающего монографии по физиологии и истории. Плюс вообще подумайте, но кто будет качественно проводить эти идиотские тесты? Даже если и можно выяснить, то в подобных фирмах зачастую легче просто написать любую чушь с циферками, чем реально нанимать профессионалов, профессиональных лаборантов, исследователей и так далее. А то мода пошла, у наших тоже, они генетические тесты, и они узнают, что они там на одну 147-ю финны, что индийцы, африканцы, испанцы и прочие. Ахинея полная. Ну вот, если некуда, если у вас лишние деньги, лучше пришлите мне. Так, Антош, я очень-очень, я думаю, что одарил за эти замечательные донаты. А теперь какие-то у нас еще есть вопросы, потому что вообще уже первый час ночи. да. Вопросов у нас тьма и фотографий и обычных. Буду сейчас тогда парами, пара фотографий, Давай. пара вопросов. Давай. Так стараться все делать в темпе. Так присылаю первые пару фотографии Ты же будешь объединять, женить. А, ну последовательно, не, не в кучу. Не в кучу. Она сейчас как раз просит зубы ящика чтобы все были в кучу, чтобы скорее как собачки, как собачки, как собачки, как собачки и так И сразу туда. Так. Ну, так, обои. Вот там такая у него на втором плане. Так, классику. Еще от руки пишет. Или вот он дома, не дома, от руки, не от руки. Так, ну, понятно. Кого читаем? Понятно, читаем кого подряд. Мне очень нравится, когда сейчас издают в дешевых сериях те, кому не нужно платить. Кто не просто умер, а кто уже в СССР был издан бесправно и так далее. Ну, так. Так, все. В чем вопрос? Артур отправил 4100 рублей. Начитает он с короткого стихотворения. В один из ординарных вечеров, Что ветер веет под лоскутами облаков, Где у вертюра птиц обдаст все поле ржи, Где не будет людской порочной лжи. За листвой деревьев спрячется солнце, и к утомлень, и к утомлению моему придет сон. Я вспоминаю о вас, ведь вы мое солнце. Бесподобный Евгений, вы красоты, эталон. Как красиво. Здравствуйте. Тут и, тут и, над пропастью воржи, тут и бальмон с солнцем. Все сразу. Я каждый раз на каждом витке стихотворения я ой, сюда в Бальмонта или, или сюда в Селлинджеры? куда вывернуть. Да. Так. Здравствуйте, Евгений Николаевич. У -у -у. Меня зовут Артур. Смотрю вас уже пять месяцев. Вы изменили мою жизнь. Я смотрю драматургию истории, поэзии судьбы, фильмы Феллини, Дзефирелли и, конечно, Висконти. Благодаря вам я снова читаю классику, но уже не религиозного Достоевского, а с легкой плавучестью слога Саммерса Моэма, прекрасного Тунияца Бродского и других. Также я прочитал вашу книгу «Танго в одиночестве». Из любимых мелодий из любимой музыки это реквием Моцарта и «Адажо» Самуэля а, так Самуэль, Самуэль Бар Барбар правильно ударение сказал или no. только Моцарт не, Барбер... не, пол не, не полностью не весь реквием написал но это не важно да так отец покупая моей матери кольца и браслеты картьер, сразу заявил что не будет оплачивать мне учебу в университете Поэтому я решил, что придется поступить на бюджет, сдавая поганый экзамен. Вот такой благо... поганый отец. Вот, уже зачем, зачем рожать, чтобы так ребенок мучился? Это безответственность, бессовестность, гниль полная. Да, да. Ну ты, соответственно, тоже его потом, когда, значит, гаденыш захочет это самое, чтобы ты ему содержал. Да, да, так. Благо э, пишет он, что по экзаменам химию он это сам изучил и остается ему поднатаскать себя на остальные предметы, да. что он собственно и делает. Делает. А, и успехи в этих изучениях обна он обнаруживает взгляды злобной зависти да. со стороны однокашников, что неудивительно, ну, ведь коллектив и ненавидит личность. И именно по и этой и причине дело. у меня нет друзей. Но это даже хорошо, ведь у меня есть вышеперечисленные люди и вы. Да, Хочу поступить в медицину. лучше, чтобы были Моцарт, Томас Ман, Уальт, я, чем какие-то немытые там. Да-да. Хочу поступить на медицину, стать стоматологом. Угу. Как вы считаете, у меня все получится? Из забавного, угу. это пресс, из забавного. Мой педагог по литературе русскому Шавка, который имеет образование журналиста, и считает, что Москву сожгли французы. Как он это вякнул. Ну, я его схватил за руку и повел к первоисточникам и монографии. Но он сказал, что я хам. В итоге с, с преподавательницей истории мы над ним смеялись. Надо. Желаю вам удачного стрима. Понятно. Ну, действительно, эту шапку надо тыкать э, мордой в факты. И э, я не понимаю, что образование журналистов, чему учат журналиста? Ну, чему у нас тут сейчас происходит, это вообще не в эфире сказать. А в целом, кто это? Это, это как бы никто, потому что это не физик, не химик, не математик, не историк, э, не пекарь, не сапожник. Это просто никто. А сейчас это наглое никто и нечестно, никто, часто пропагандистское никто. Это первое. Второе э, значит, э, конечно, в преступление э, растопчена российских властей, российских чиновников царских чиновников, преступление уничтожения города, в котором погибли русские люди и мирные жители, и раненые. Это преступление против человечности, и о нем надо так и говорить, оно задокументировано по минутам. В моей монографии есть отдельный ролик, но это и до меня исследовано, и выявлено. И это редкий случай в истории, в историографии, когда преступление подобное историческое известно буквально по минутам с именами всех исполнителей. Всех исполнителей, всех чиновников московских, которые совершали это преступление. А вот по поводу, по поводу э, дантизма по поводу стать дантистом, да. Видите ли, как любая медицинская профессия, эта штука, здесь надо быть истовым. Если у вас ну, нет такого пренебрежения к людям, если есть нервы, это очень затратно, эмоционально, бывают очень сложные случаи. Я, кстати, никогда у дантиста не был, но все, что мне рассказывают, это как на каторгу, как на пытку идут, и оттуда выходят какие-то болящие, перевязанные и несчастные. И это сложно там копаться в каких-то каналах, я слышал, какие-то каналы есть, вот, и так далее. У меня два поклонника замечательные, они иногда в соцсетях выставляют жуткие фотографии. Они гордятся своей работой, и выставляют фотографии, я даже смотреть на это не могу, хотя крепкие нервы, они в этом ковыряются каждый день. Поэтому здесь надо 50 раз, 100 раз подумать, вот, может быть, вам лучше торговать медицинским оборудованием, чем копаться в грязных гнилых каналах. Так что здесь надо несколько раз подумать. Тем более, если вы такой тонкий и нравится, это такой тонкий и нравится литература утонченная, ну, так может быть психологически и эстетически тяжело этим заниматься. Так что 10 раз подумай, если ты не истово на этом просто поехал вот крышей вот совсем, да, а просто как бы нравится, то у меня большие сомнения. Любая медицина, в смысле не, науки или бизнеса, а в смысле вот прямо копания в клиенте в больном, я повторяю десятый раз. Здесь надо быть истовым, то есть надо на этом просто сходить с ума. Это должно быть призвание в прямом смысле слова, или это бессмысленно, и потом только в разные депрессивные состояния и прочее. Так вот, но ты умничка и молодец, и вообще продолжай развиваться, и правильно, что самостоятельно вот так вот молодец дальше присылаю еще одному од, одного желающего и его фотографии так ну здесь немножко посложнее ситуация да так в чем вопрос александр отправляет тысяч рублей mm -hmm. Сейчас, если вкратце по вопросу Надо вкратце. он конечно же для начала он конечно же вас приветствует просит проанализировать по фотографиям своего друга своего друга Данилу передает по сути что он вот занимается ну, как аналитикой аналитикой для граждан и просит оценить его по фотографиям особенно интересно как вы Евгения, оцените нутро Даниила, на предмет честности и справедливости. Честно вам С глубочайшей сказать, благодарностью. У меня, так сказать, так отлегло, когда я узнал, что это не вы, а ваш приятель, потому что вас не обижать, если это вы на фотографии. Но я вижу, что этот человек, как раз доверять ему не надо, человек нечестный, и поскольку он такой э зажатый и напряженный, и лысый в таком возрасте, но дело не в лысине, а как бы это лысина выражает суть. То есть это аллопеция от сути, а не от генетики только. Вот. И лицо не очень приятное, и фон не очень приятный. Там на фоне мра... одна фото, вроде... одно фото вроде на фоне мракобесия, другой еще. В общем, у меня ничего позитивного сказать не могу. Я бы, я бы на вашем месте. Я надеюсь, что это если не вы, я бы подальше был от него. Вот что там за аналитики? Ну, наверное, если он занимается аналитикой по заказу системы, то, наверное, понятно, откуда берется такая аналитика. Дальше. Теперь вопрос. Он э, тоже не, <соценно> немного в тему, наверное, будет. Алексей отправил 50 долларов. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Ваша физическая красота. И сексуальная Но привлекательность, будоражит. Это не то слово. Да. Будоражит да, многих. Понимаю, и доводят да, до да. инфаркта да. ваших зависимостей. Да, 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 да. Подскажите, пожалуй, а. пожалуйста, посещаете ли вы какие-нибудь оздоровительные процедуры, такие, например, как массаж, целебные ванны и так далее? И если нет, то могли бы вы посоветовать те из них, которые реально полезны для здоровья? Спасибо понятно, большое. Понятно. Значит, массаж я никогда не посещал, массаж. Массаж посещает меня, но я никогда не посещал массаж. То есть как бы ничего специального. Вот. Естественно, никакие там целебные процедуры, это полная ахинея абсолютно, и забудьте, если вы хотите быть асексуальным, дебильным и лузером, и надутым на деньги, можете ходить. Но так вообще все это чушь полная. По крайней мере, я не ходил, вы, вы делаете, что хотите, я в этом смысле совершенно. Вот. Я ни, никуда не ходил, и вообще не... лучше всего диван, кровать, постель, вот, сон, книжка, это оздоравливает. Вот. Меньше, меньше надо, меньше двигаться, меньше оздоравливаться, тогда будет вот. А те, кто больше бегали, двигались, уже многих уже нет живых, те далече. Ну. Так что сексуальность это врожденное внутреннее. Это редко, это дар. Это дар. Ой, это надо, как вишня, это дар, как вишневская. Это дар. Ой, Галина Павловна, когда вернулась, этих всех перед собой видела сучек из Большого театра, предательница, Говорит, а я всех простила, Бог прощает, кто я такая, чтобы не прощать? Здесь никого она не простила, обожаю это просто так. Это. Да, вы да, так дальше. И еще в тему здоровья продолжаем. Иванка Иван отправил 9000 тысяч рублей. «У моего приятеля проблема mm. от него ушла жена ну, чьи уволили а счастье, с работ... у него была проблема которая ушла уволили его с работы и завели уголовное дело при очень несправедливых обстоятельствах еще ему поставили диагноз диабет так Теперь, собственно, к проблеме. Ну, в принципе, я бы сказал так, что все эти жуткие проблемы перекрываются тем, что ушла жена. А вот, нет, проблема будет сейчас. А, сейчас, так, Этот недотепа пролил чай на вашу гениальную книгу о войне 1812 года. Во время прочтения, во время прочтения. Пусть вернется жена, пусть осудят, пусть не возьмут на работу вообще, вообще проклинаю. Что я проклял. А вообще просто, я настраиваю на делать? добро в целом. Но в данном случае пролить на мою книгу. Конечно, проклинаю случай. Так. Вопрос, что делать? Так я уже все сделал, я уже проклял. Теперь пришлите донат, чтобы я снял проклятие за снятие проклятия в два раза дороже. Вот так вот. Или ему в кранты просто. Нет, тут я не... Тут, тут на, Здесь наука бессильна. Наука пока не в курсе дела, что здесь делать. Не надо было жену, не надо было... Я не знаю, дело там, что уволили, ну... Как-то... Пусть включат мозги на последней стадии. Подробностей ждешь, никаких подробностей я не вижу. Никто, ничто, ни какая ушла, нигде работал, ниоткуда выгнали, ни за чего завели. Поэтому, поэтому что же можно сделать? Но главное тоже держаться не отчаиваться, просто работать, работать и жить, и жить. Вот да, переносить превратности судьбы. Просто не ломаться. Нужно не ломаться. А так больше. ну, если он пролил чай там на мою книгу, то пусть, конечно, и ломается и делает, что хочет. Дальше. Но, конечно, вариант индульгенции в наш просвещенный век О, есть. Так я обратите внимание! Да. Обратите внимание Что? на мерч! На мерч! На футболки! На одежды! И обвешивается вот этими веригами и будет пить из кружки и э, из закладки в книжку э, в свое дело. Э, и явится на работу, на новую, на старую в правильной футболке, его сразу примут. И он сразу найдет работу, чтобы увидеть, что, а, так вы поклонник маэстро, значит, вас сразу возьмут на работу. И более того, он может приобрести новую книгу с автографом, с автографом да. Евгения, купить лекцию, живую лекцию. И, конечно же, он может, Ой, и мы все должны, должны живую, он должен должен сделать репост этого стрима, подписаться на телеграм-канал, телеграм-канал по ссылке в описании, обязательно по ней переходите и подписывайтесь и распространяйте. Не, ну телеграм это реально, потому что сейчас это... Постепенно будет то, то отрубать постепенно. Телеграм ближе к концу отрубит. Это первое, поэтому срочно подпишитесь на мой телеграм-канал. Это первое. А второе, если он потерял работу или не может найти, он должен надеть все на себя из моего мерча, и его тогда возьмут, потому что он классный, успешный, и плюс у меня много поклонников, и они поймут, что надо и помочь, и свой, и так далее, конечно. Так. Дальше. А вам присылаю фотографии на оценку. Пожалуйста. Продолжаем, продолжаем. Пожалуйста. -ра -ри -ра Столько у нас сегодня художников и художниц, потому что это невероятное. Идем ну, так, хорошо, в чем вопрос. Анастасия отправила пять тысяч рублей. Угу. Евгений, я да. вас обожаю. Правильно. Вы дарите мне хорошее настроение угу. и всегда напоминаете, что даже в таких условиях можно и нужно жить. Да, а, а, а какие условия? Люблю... Какие условия? Замечательные условия. Времена всегда одинаковые. Это как Канаева гениально. В москва слезам не верит. Замечательные условия, нечего. Тем чего тем что-то не нравится. Так. А я так люблю жить, да. я умею радоваться хочешь и наслаждаться любой жить мелочью. Хочешь мечтаю. Герой хочет сразиться с драконом. не надо. Так, да. И наслаждаться любой мелочью, но все эти ужасы сводят меня с ума. Мое сердце изорвано. Я чувствую инфернальную боль от текущего, где белые против. А моя любимая Москва она пала, как и вся цивилизация. Спасибо вам за все за ваши передачи, особенно поэзию и труды, а ваш блестящий умор просто спасает мою психику. Я так смеюсь на ваших стримах. У меня такой вопрос. Да. А не собираете ли вы с помощниками какую-то базу, так сказать, неблагонан... неблагонадежных граждан <laughs> из фотографий на оценку? И то немного есть, о себе. вы предлагаете в качестве неблагонадежных, то есть, хорошие, да? Вот она про себя сейчас про себя, да. Нам Правды, понимаете, кадры, конечно, нужны, дельные, приличные люди, нужны, то есть не вот. Но так я никого, я никого не собираю, у меня ничего, не мне ничего не требуется. Вот, все это рано, я сейчас ничего. Когда будет, значит, вовремя, тогда это быстро все. Вот. А то, что вас собирают, базу, это совершенно точно, только не я. А вот э так, да, ну ты договори. Я родилась и выросла в Москве. Высокая, стройная, 38 лет. Занимаюсь Но графическим дизайном. Надо сейчас уже как сайт знаком знакомство, да? И пишу картины на досуге. Кое-что из моего самого любимого. Музыка. Испанские безумства. Марена на море. В пещере горного короля. Клизи. Танец смерти. И спектаклей царь Дип, Евгения Онегин. женщина просто. А дальше тишина эстетика античная, эстетика викторианской Англии, США 20-х годов. Смотрите, эстетика античная, эстетика викторианской Англии, Англии, они абсолютно противоречат друг другу. Если вы говорите, что вам и то, и то нравится, значит, у меня тут же моментально большой вопрос относительно вашей честности или вашего вкуса. Так. Воспитываю сына. Хочу развестись. Так. Как вы правы насчет брака, да. да и всего сами знаете чего. Вообще всего, да. Огромная-огромная благодарность за эмоции, и поддержку, за радость и красоту. Да. Ценю вас. Будьте счастливы и влюбленные. Спасибо, это всегда. Очень важный тезис, правильный относительно того, что мы потеряли Москву. Москва действительно просто захвачена не москвичами и черт знает, что происходит во всех этих самых. Но не надо отчаиваться, надо жить, бороться. И понимаете, какая штука? Чем больше вы нагнетаете печали, мучаете, себя мучаете и так далее, тем меньше у вас сил. А силы нам всем нужны как раз вот на противостояние всяким там разным гопникам, дикарям, и толпе и черт знает чему. И действительно, все не просто плохо, а совсем плохо. Вот просто совсем плохо во всех сферах. И страшно, очень опасно, несправедливо, подло. И этот год будет подлее и хуже, чем прошлый год. И страшнее абсолютно точно. Но это все равно не означает, что мы должны поднимать руки. А что такое поднять руки? Это как раз предаться унынию, печали и прочее, прочее. Вот нельзя. Просто, вот, просто именно поэтому нельзя. Когда будет все хорошо, когда будут времена замечательные, все хорошо и так далее, тогда от нечего делать, вы можете поунонизировать. Новое слово. По, по, да, попечалиться, делать что это такое. Сейчас нет, сейчас рано. Ну, а в целом, вот вы очень такая эмоциональная особая, это я все понимаю, тем более гормоны, но вы вслушайтесь и всмотритесь, чтобы все это было у вас очень так стилистически единообразно, вкусово а так все хорошо и вы молодец и спасибо дальше еще фотографии на оценку угу. в этот раз молодой человек антон что ты вообще ты хоть понимаешь, что ты говоришь в этот раз молодой человек как это звучит просто говоришь что вот фотографии вот там написал товарищ все все еще принимай в этот раз что это? Так. Ну, так не хороший, но то ли из провинции, то ли что. Так, ну да, в чем вопрос? Sweetest desire отправляет 4000 рублей. Здравствуйте, гений. Так. Я благодарен судьбе, что живу с вами в одно время и могу у вас учиться. Пожалуйста, не могли бы вы дать совет конкретному человеку? Мне 20 лет, рост метр восемьдесят, со здоровьем все в порядке. Я вырвался из провинции, и от идиотов вот об, родителей... Вот обратим, я просто как э, рентген, да, вот я рентген, все вижу, вот провинция, да, так. В Москву, начав работать в сфере IT. Да. В свободное время я гуляю, читаю книги да, из Евгения списка... вы когда списка... переехали в Москву, вырвались в Москву, вы говор оставили у себя в провинции или принесли сюда, потому что просто это уже нетерпимо. Я в Москве, в московской речи уже не слышу, это ад. Вы можете хоть, пожалуйста, приезжайте, не то что разных там провинций, наций, инопланетяне, у меня нет никаких к этому э, предрассудков, инопланетяне, приехали в Москву, пожалуйста, но вы обязаны говорить, э, как москвичи, учиться срочно. Я не намерен больше слушать говор провинциальный, это достало, вы не имеете права здесь на него, это уродует столицу, так, это не к тебе, потому что вот, ну просто уже действительно достало за долгие годы, так. Это книги из Евгениального списка и Научпоп по биологии. Влюблен в поэзию Лермонтова и Ахматовой: Я хочу жить и развиваться в России, но осенью ввиду возраста он попадает под. Ну, не будем говорить, да, что не, и он не может тебе. Абсолютно даже. И, я не знаю, что я помехи слышу, если честно. Я ничего не слышал. И не просто прекрасная пора. А чьи очарование? да, э, э, листья деревьев приобретают свой индивидуальный цвет. Очень прекрасно. Что ты там? Ничего это так. А вот он не может представить себе. Вот и мир. не там... представлять. После того, как здесь его вы познакомили с миром. Да. Новым для него. Но также ему и жутко представлять жизнь в миграции в 20 лет. Причем Что, далеко я не, не во Франции. Нечем, да, так. Причем далеко не во Франции, а в дру... вот это сол... со... Солнечная Грузия. Как в этой ситуации поступить по-умному? Заранее благодарю за уделенное время. Желаю вам самых нежных и сладких чувств. Ну спасибо. По-умному, конечно, надо было рождаться немножко не там, или родить. Но прежде всего надо поменять джинсы или брюки, там что. Вы где на мне видели вот такие вот балахонные, безразмерные, широкие, провинциальные, как... Что это? Нет, это ни в каком стиле. Это бедные нищие ходили без призорники в 920-е, вот, или какие-нибудь гопники в плохих районах Лондона в 980-е. Зачем это нужно? Зачем? Все должно быть по фигуре, все должно быть при приталено, по ногам, по рукам, все. Первое. Второе, если они, не знаю, приехали с провинции, заговором последим третье, ну, вы же должны по уму, вы либо сделаете себе, так сказать, все, чтобы у вас осень вас никак не коснулась, ну, вот, как бы, может быть, вы где-то куда-то поступили или где-то еще устроились и так далее, вот, либо, ну, видите, я, конечно, люблю путешествовать, и, ну, если выбирать между, так сказать, осенью и Грузией, ну, понимаете, осень в Грузии тоже симпатичная. Так что главное, чтобы вы просто себя уберегли. Вот, то, что, в общем, -то, даже плохие и долгие вещи временные. А так, ну, вот, все же очевидно, здесь даже отвечать нечего. Но начать надо, чтобы было чего беречь, ради чего, надо с эстетики начать. Но это такие лучшие, вот, особенно вот по брюкам вот вопрос осенних брюк, демисезонной одежды. Пусть напишут лично я так отвечу, потому что ну что мы этот занимаем эфирное время на не, не, такие мелкие вопросы, какие-то бессмысленные Грузии, там все что это бессмыслица. Эфир, люди миллионы слушают, надо говорить о важном, надо там, там о фасоне, значит, лацканы и обуживать рукав, понимаете, до чего дошло. Надо серьезно говорить о важном. Так, пусть вот лично лучше, чтобы все это. Так, дальше. Uh, да, Sweetest Desire, напишите нам ну свои да, контакты для связи. Причем? Напиши, да. Оставьте Кому Это никому связи. не интересно, это никого не касается. Все ждут. Осень, прекрасная, пора, Чечер, да. Так. Два сейчас будут вопросы музыкальных. Пожалуйста. Артур, Артур отправил 60 канадских долларов. Дорогой Евгений Николаевич. Пожалуйста, не могли бы вы назвать имена оперных басов, которые вас восхищают? Угу. Спасибо за все. С уважением, Артур. Да, ну не буду в данном случае сильно оригинален, конечно, Федор Шаляпин, потому что он не просто обладал выдающимся голосом, он, кстати, не не обладал огромным, Это у него не было прям уж сверхбольшого голоса, но Музыкальность, интонация, чувство формы, чувство правильного создания образа во всех смыслах, он был одарен невероятно и художественно и занимался лепкой, кстати, как и Энрико каруза Тот тоже и Лепил, и Бюсты, и Шаржа рисовал, и карикатурки, такие скетчи, зарисовки, вот, и они вместе и работали, выступали. В общем, кстати говоря, вот это образное мышление художественное, пластическое, оно очень, видимо, помогает для правильного понимания и направления, и интересной, так сказать, оригинальной миссии звука, как человек, направляет, посылает, как он орудует, какую форму придает так сказать, голосу, звуку, вот этому, этой струе звука. Да? Так что, конечно, Шаляпин. Итальянский, ну, называют итальянский Шаляпин, Эцо Пинца. Вот Пинца – это великий бас итальянский, который не имел никакого музыкального образования, нот но не знал, все учил по записям, либо ему помогали концертмейстеры и, так сказать, черновые певцы. Но это был фантастический голос, может быть, даже в чем-то более летучий, объемный, чем у Шаляпина. И при этом очень музыкальный, хотя у него не было музыкального образования, но он был невероятно музыкален тоже. И артистичен, кстати. Кстати, и артистичен, такой яркий профиль. Он много он снимался в кино, Пинца. Вот. Его сейчас забыли, а это была звезда вообще номер один в свое время. Вот. Конечно, Николай Геуров. Николай Геуров болгарский, да, болгарский бас, который учился в СССР, у нас, и его называли подбасок. Не очень хорошо получалось у него. А когда уже учился там итальянская школа, все в Европе, он раскрыл потрясающий голос. Это был выдающийся бас с очень верной техникой. И всегда был, так сказать, в резонаторе. У него так с прицелом вообще на маску тенора было всегда настроено и абсолютно блестящий по точности фразировки и интонации всегда в маске в позиции блестящий борис христов старший его коллега тоже по моему да болгарский бас борис христов живой эффектный так эффектно пел все и они страшно ссорились, и ну, конечно, это конкуренты были, но вот Борис Христов он публично обвинял Геурова в сотрудничестве и в дружбе с советским режимом, что как это отвратительно, тем более когда были эти страшные события там в Праге и так далее и так далее. Вот была такая история: вот два баса одной страны и одного тембра. Такая жуткая конкуренция и вот политическая борьба. Оба выдающиеся басы. Так что вот Шаляпин, Пинса, Гиуров. Геурова я слышал лично на концерте. Он пел вдвоем со своей супругой Миреллой Френи. Это выдающаяся изумительная Сопрано тоже, они оба пели очень долго, до преклонных лет, и были в позиции, в маске, в Большом зале консерватории. Я был на концерте, он изумительно звучал, хотя уже в очень большом возрасте и, и болел, но держал именно вертикаль, держал вертикаль, и узнаваемый тембр, умница, конечно. Филипп был потрясающий в Дон Карлосе, вот он, выдающийся, конечно, Филипп из басов, но были басы баритоны, не были, как кто-то есть, изумительные. Конечно, я люблю по артистизму, и потому что он мог, так сказать, образно создать Сэмюэла Реми Такой был бас-баритон, особенно популярный в 80-е и 90-е годы. Блестяще звучал. Вверх, он был достаточно худой, для баса, вообще для оперного певца, даже если нет, ну, жилистый вообще был такой точий. Верх был потрясающий. А, бас баритон, опять не бас, а бас баритон Руджера Раймонди, это великий певец, изумительный и артистичный, хотя он первые годы, у него были жуткие проблемы, и он не мог вообще находиться на сцене, выступать. Его чуть ли не лечить надо, его там Приятели и пианисты выводили на сцену, прям спасали, а потом вот из этого больного состояния, когда он не мог вообще выходить на сцену, он стал один, одним из самых блестящих именно артистов и снимался в кино и в экранизациях и с экранизацией Тоски и так далее, и он именно артистический это, это, фейерверк просто стал. Вот. А, так были такие басы глубокие, профунды, и русские басы во всех смыслах, всякие пироговые и так далее, но это немножко другая. Но в целом, если мы берем не басов бритонов и не басов таких э, заупокойных, но в целом, вот, наверное, кто еще? Ну да, вот я бы отметил четырех. Это Шаляпин, Пинца, Христов и Геуров. Наверное, так, да. Ну, так, дальше. Аноним отправил 4000 рублей. Здравствуйте, дорогой Евгений Николаевич. С днем рождения вас. Пусть вы вечно будете самым молодым и самым привлекательным. Так, спасибо. меня, зовут, меня зовут Екатерина Кольцова, и мне 46 лет. Угу. Я живу в Туле, имею мужа и двоих сыновей. То есть вы скобочках, мужа. Так, понятно. И двоих сыновей. Угу. Старшему 24, младшему 19. Угу. Я очень люблю ваши видеоэфиры и документальные передачи, особенно те, что посвящены культуре. Угу. Величайшей трагедией своей жизни, я считаю, что мне не посчастливилось оказаться на концерте Элвиса Пресли и увидеть перед собой... Ну, у вас есть все шансы лучше приехать сейчас вот или в Лимассол, или во Флоренцию на мой концерт. Это уж как-нибудь получше, чем Пресли. Он такой как, увидеть... полудохлый, скучный, да. И увидеть перед собой этого фантастического мужчину. А. Я активно коллекционирую И вы в связи с винилы. этим имеете мужа. Антон, ты не ржи, ты читай, твое дело. Эта публика, уж пусть реагирует держанием. Я талантом, а твое дело не колодцы. И читать, читать, еще раз. Читайте, еще читайте, не помню, кто сказал. Так. Я активно коллекционирую винилы, диски и кассеты с его песнями, а также плакаты и фотографии. Вы наверное, и много чего еще. Меня с кем-то спутали. Но нет, вы говорите, говорите, да. Есть даже... <laughs> Есть даже два автографа, приобретенных 10 лет назад на eBay. Я очень бережно их храню. Своих сыновей я воспитывала на его музыке, а также на ваших роликах. Правильно. Уважаемые я себе это сочетание значит, такой набриолинности да, трам там и первой научной вот так. там 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 Пам, -пара -дрим пам пам дрим, пам пам И значит, там все это самое это бородино, да? Уважаемый Евгений. Он, когда уже совершенно обколотый был, он уже опустился до голоса Шаляпина туда, но не по объему, а по тембру. И уже уже прям такой был опухший, он полный, все его еле ходил, уже одышка испарена, все, точно 7 часов стрима не выдержал. Вот. И вся проблема Элвиса Пресли в том, что он не читал мои монографии. Поэтому так рано сгинул, поэтому не было, так сказать, техник, чтобы долго... Вот, да. Так. Уважаемый Евгений, вы замечательный певец. И мне было бы It's очень интересно узнать ваше мнение. И мне было бы очень интересно узнать ваше мнение об этой личности. Как вы оцениваете вокальные данные Элвиса? И нравится ли он вам как музыкальное явление? Ну что, ну, да, понятно. Ну, моя дорогая Кольцова. знаете, вы так Кольцова. Кольцова – это вообще фамилия, характерная для советских фильмов 40-х годов для положительных персонажей. Он Кольцов, она Кольцова. Вы так про культуру, и, конечно, советским людям нравится Элвис Пресли, понятно. Это, эти Элвис Пресли – это явление очень-очень, как и Битлз для своего поколения, очень. Хотя Элвис, он, конечно, как такой вот ä, парень в курточке, он над временем, но в целом музыкально только для своего поколения. И, ну да, вот он яркий, с энергией, и до наркоты, и до всего, до славы он очень хорошо пошел, так взлетел, это было время подобных ребят. Вот он симпатичный, хотя, конечно, ну, как бы и невысокий, и щупленький. Сейчас смотришь фотографии, сейчас другие уже пошли нормы. Он такой какой-то... Думали, я помню, раньше был Элвис, это Элвис Пресли, да, сейчас я смотрю фотографии его там, 20-летнего, щупленький, это то, что сейчас как бы не подошло бы под нормы такой, то, что называется, сексапила. Да, вот, не подошло. А потом, когда уже все это нахлынуло, он не выдержал, не выдержал славы, и когда все на препаратах и прочее, на таблетках, и вот этот весь такой как бы вздутый, тяжелый, и все тяжело, но это и смотреть тяжело, это, конечно, очень трагично. Понимаете, помимо молодецкой энергии и легкого таланта, ну, нужен, конечно, и интеллект, или рядом нужен человек, такой умный, который бы э, держал в руках направлял, а не только имел как мужа. Вот, э, здесь... Ко всему нужен интеллект. К любой энергии, к любой симпатичности нужен интеллект. Конечно, когда есть и симпатичность, и музыкальный талант, и энергия, и еще интеллект ну это же просто, это вообще стрим Подосенкова, да. А так, да, конечно, вот я помню, у меня в детстве, то есть сейчас, разные эти диски, вот, да, 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 я все помню, и ВХС, и кассеты, я так вспоминаю. Ну, очень талантливый парень, очень талантливый, и симпатичный, но так, чтобы как-то так распространеннее сказать что-то или как-то глубже, ну, не знаю, вот поскольку нет особой глубины, а есть только вот эта молодецкая энергия и симпатичность, ну сколько на этом можно? Знаете, как Демидова правильно говорит, что молодость у артиста не... Ну это я не, не, не цитирую, это примерно, что не так интересно смотреть молодого артиста. Ну что, вы? ну молодость, да. А вот потом уже, когда проходит молодость, что он может, собственно, сам? Не, не просто общеприродно, а что сам по таланту, по технике может показать. Ну и вот потом он уже не так много мог показать, потому что не выдержал, неправильно жил, не выдержал вот этой свалившейся славы. Вот, наверное, так, а так, ну, симпатично. Дальше. Фотографии на оценку. Ага. Ну. Да. Ну да. Ну вам, наверное, нравятся какие такие девушка. Интересно, вот родители как, каких национальных корней? Думаю, что книжки какие-то нравятся еще. Да, да, слушаю. Татьяна отправила 10 тысяч рублей. Mm -hmm. Доброй ночи, Вергилий. Mm. Мне жаль, что вы так тяжело трудитесь на благо общества. Это я не просто как Данте, я как Стахановец. Я помесь Данте со Стахановцем. Или помесь Стахановца с лордом Генри. Вот такая жуткая смесь такого в мире не бывало еще существа. Mm. Меня зовут Татьяна. Так. Мне 33 года, и я из Санкт-Петербурга. женщины сообщают свой возраст. Живу в Эстонии сейчас. Вышла замуж за итальянца, и мы решили жить именно тут. Тут же родились наших двое детей. Я уже запутался сейчас. Для меня это очень сложно, такие маршруты. То есть вы русские, вы из России вышли за итальянца, живете в Эстонии, Да. И решили жить там и родить, и родить двоих, и там родить же. в Эстонии. Но это вы так либо смело, либо подозрительно. Так, так. Муж старше меня, и он талантливый программист и это очень как умный. Как правило, я так все время слушаю, что когда кто-то из наших выходит за итальянца, муж сильно старше. Я ничего не комментирую, да. Из всех мужчин семьи дети есть только у моего мужа. Я не совсем понял это. Я тоже ощущение. ничего не понял, да. А из всех мужчин ее новой семьи дети есть только. Я нет, я не понял. Я правда Это не мне, понял. Во-первых, никогда не старайся понимать, что тебе пишут, или мне. Это огромная методологическая ошибка. Я никогда не вдумываюсь и прекрасно отвечаю. Его дяди, братья и прочие без детей, и они умирают поодиночке. Кровожадная, какая-то. Надо узнать причину их смерти. Я была удивлена, что, вы, что в Италии женится после 40, и после этого детей там очень много. А что еще больше всего меня удивило? Вы, наверное, пересмотрели сколько... наши каналы, Я правда теряюсь в тексте. Да. А что еще больше всего меня удивило, сколько силы денег уходят на детей. Это просто. Это каторжный труд вырастить детей людьми. Да. Мой вопрос: да. Я до этого работала на приличной работе в Санкт-Петербурге. Да, и вопрос: на мне Он... все это? Сижу я в Эстонии, она. Вот сижу я с детьми в Эстонии от итальянца. И думаю, мне все это баян, да, так. Была веселым и жизнерадостным человеком когда родился первый ребенок. Мы ну, наняли я здесь няню. при чем, ребята? Вы так все время ко мне вот с этим... Я-то что, агитировал вас за это? Вы не туда пишете. Есть, есть те пропагандисты, которые сидят на зарплате, и они агитируют. Вот вы же из них и спрашиваете. Так. Мы наняли на няню и стали активно использовать услуги людей вокруг. Так, Такси, я просто не доставка... понимаю, чего я это слушаю, а так все нормально. Так, да. <свят> Такси, доставка еды. Ну хорошо, это продуктов. сейчас вот мне что-то и вообще это самое. Сейчас вот во втором часу ночи... Не, ну ты читай, потому что как бы донат <свят> все я слушаю, конечно. Ну, сказать, да. И тут я заметила, ага. что люди, включая няню, да. За очень большие <laughs> да. И тут я заметила, что люди, включая няню, понимаешь, это какой-то театр абсурда. Вот я сижу, вот, Москва, 24-й год, второй час ночи, и люди, включая няню, она в Эстонии, я все служу. Это просто Бекет и Анеска нервно отдыхают в углу. Так. Ты читай, ты люди... твое дело читать и не задумываться. Так, так даже лучше. Да. Что люди очень большие день... быть трепетен. <свят> <свят> да и порхаючи входить. Да, <свят> да, 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 да. За очень большие деньги работают спустя рукава и <свят> надо стоять за ними, как Карабас Барабас. Так. Показывают свое фи. Да. На фоне всего этого безобразия, что я не могу свалить от этих людей. Вот сегодня, должна терпеть. сегодня один, значит, у него друга уволили там и сажают. Жена ушла. Но он развелся хотя бы. Развелся, она сама ушла. А, там это что-то с няней. А, у это любит Элвиса Пресли, имеет мужа. Я думаю, почему я? Причем здесь я? Да, нет, ничего, говори, говори, да и должна терпеть плохую работу и кислые лица людей вокруг, я начала сдавать в плане кого-того, что мне кажется, со мной что-то не так. Мне тоже так кажется, вы знаете. Я начала есть лишнее. Я начала есть лишнее. Набрала 15. И я увидел на экране мою мерч, возникла чашка, моя мерч, как будто это начала есть есть чашку, как будто, так, да, так. Набрала 15 килограмм. Ну хорошо, я и, здесь и, выгляж, и и начала выглядеть теперь на все 40 лет. На все 100, понятно. Плохое настроение все время. Так, ну хорошо, так. По крайней мере, вы подарили хорошее настроение на окружающим сейчас. Переходим к вопросу. Окружающие очень любят слушать про чужие проблемы и срывы. Очень. Это их успокаивает в их лузерстве, да. Так, переходим к вопросу. Как выжить в декре... Как выжить в декрете со скотами вокруг? Чем заменить сладкое и как не тупеть из-за заботы о трехмесячном ребенке? Вы Аполлон. Вы Аполлон. Ну, вот под конец правда, да. Правильно. Хочется равняться на вас. Равняться на Аполлона? Это такой помесь совка и античности. Просто я я к концу стрима буду звереть, наверное. Фотографии. Не надо фотографии, мне понятно. Фотографии. До Эстонии и сейчас О, Я могла бы покрасивее Выглядеть, не сделать надо. Но, но врать не люблю Не надо Всё. врать Лучше бы соврали Я бы вам соврала, знаешь, как в анекдоте Так, ну и, и как бы обидеть нельзя Потому что донат Вот сейчас я у меня дилемма Знаете, я сегодня уже говорил про ситуацию Трампа. Вот он, когда получит, если получит США, то чтобы исправлять что-то в мире, в конфликте и так далее, он будет исходить из той ситуации, в которую идиоты довели мир, там международные отношения и страну и так далее. И уже очень будет сложно что-то менять, вот совсем, чтобы было хорошо. Да, потому что это будет стоить кучу крови и прочее. И. То же самое и здесь. Вот если вы, Милочка, мои бы ролики слушали заранее и заранее подумали, заранее спросили, тогда не было бы никаких проблем. Но поскольку вы ко мне обращаетесь, когда вы уже все сделали, что я не советовал делать, да, тогда у меня уже вопрос: а, так сказать, ну собственно, что же вы ко мне уже после этого, да? Вот. Ну, плюс вы тоже на себя обратите внимание. Ясно, что э, ни одной сиделки не хочется видеть ни рожу, э, кого вы родили, ни вашу рожу, ни этого престарелого итальянца, ни, вообще никого на свете. Она вынуждена, потому что она маргиналка, ей две копейки зарабатывает, тоже ей неприятно. И поставьте еще камеру, чтобы она ребенка не била, пока вас нет. Поэтому вы бы, чтобы похудеть, сами бы ходили за этим ребенком и имели ответственность, вот. Тоже надо об этом подумать, какую-то и ум, и совесть. Это же вы принимали, вас же никто не насиловал, вы сами нашли себе старика-итальянца, сами выбрали его, Эстонию. Ну, и это же все вы сами сделали, и вас сажают теперь совесть и ответственность. Работайте, делайте, следите. А так лучше, конечно, быть здоровым и богатым, чем, чем богатым, чем бедным и больным. И лучше быть свободным и так, и чем не свободным и так. Ну что, ну вот думать надо. Дорогие друзья, вы мне пишите с вопросом до траха, а не после. Следующий вопрос. Еще фотографии на оценку. Спасибо. И она же потом такого в нелюбви ребенка воспитает, несчастного, больной всеми психическими болезнями, еще или наркоман, или кто. Вот зачем это так делать, без ума, без любви? А эти говорят, давайте, давайте, как свины матки и так далее. Ну, ну так, да. Ну вот и так вот, да, вот и так Да, а, как раз ну, приятно выглядит человек, который прислал фотографии, но вот фотографии последние, я не знаю, что это, в институте, в школе, где это, не знаю, там, конечно, морды сзади просто просят такого кирпича прямо вот на стенгазету, про... написать в стенгазете, просят кирпича морды, вот так надо. Ну, это классика Он жанра. Вот это. А? Он, он уточнил специально про последнюю фотографию, что он ее прислал, потому что там относительно честная камера, не искажающая масштабы. А, не искажающая масштабы, хорошо. Так, ну вот э, я слушаю вопрос. Алексей отправил 4000. Так. Добрый день. Я хотел бы обратиться к Евгению и попросить анализ по фото. Да, доброй ночи. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Евгений. На свете нет ни единой действительно важной темы, которую бы вы не, не охарактеризовали с блестящей точностью. И я смею попросить у вас совета. Я живу в Екатеринбурге, работаю в сфере IT, наслаждаюсь чтением бессмертных трудов и примитивной бессмертных любительской трудов тех, тех, кто не знал, что такое IT. Потому что сейчас уже все работают в IT, непонятно, кто делает хлеб и ботинки. Так. И скульптурой, он, видимо, любительски занимается скульптурой. Так. Но есть большая проблема. Я играю в компьютерные игры со своими друзьями. Я а пробовал. Это склонить большая их. медицинская проблема. Это просто вот опасная медицинская проблема. Любым способом жестко слезть запретами себе, бейте по рукам, выбрасывайте, просто выбросьте то, что, в чем вы там что играете. И... Так, ну ты дочитай. Я пробовал склонить их в жанр эстетики, в сторону системного анализа окружающего мира, но тщетно. Ну, понятно. Здесь жалуются, что игры стали жвачкой, разговорами как твое ничего, но из вежливости к друзьям... Это не друзья. Он пишет это, да, и продолжает с ними, в общем, заседать. Может быть, вы поможете мне найти изящный способ вырулить из этой абсурдной ситуации? Да. С безмерным уважением, Алексей. Спасибо. Значит, Лёш, все очень просто. У тебя реальная э, вот эта игроманская э, медицинская болезнь, это не только у тебя, это вообще болезнь распространенная. Э, и плюс ошибка большая, ты меня мало слушаешь. Не надо называть просто там приятелей, товарищей, собутыльников, а, работников э, и так далее друзьями. Друг, это дай Дарвин один на всю жизнь. Значит, первое. Те, кто играет в компьютерные игры, все вот это гопота, немедленно сейчас же просто забань, заблокируй все полностью. Все соцсети, телефон, обычный телефон, все вообще, что только можно. Без объяснения причин. Первое. Второе. Выбрось все, что технически, где ты можешь поиграть в компьютерные игры. Если ты там какой-то на планшете работаешь в IT, где значит, там удали и заблокируй, уничтожь все вообще так, запрограммируй все программы, которые могут к этому вести. Дальше. Если что-то где-то еще останется и нельзя удалить, а тебе нужен для работы этот планшет, компьютер или ноутбук или что, значит, бей себе по рукам все, что угодно, вообще, так сказать, отвлекайся, читай, пей, ешь, меня смотри, лучше смотри мой ролик. Вот захотелось сделать эту болезненную штуку, посмотри мой ролик или мой ответ, и так далее. От этого надо отходить. Это очень опасно для мозга, для сознания. Станешь больным идиотом совсем. И эта штука не просто затупляет, она опасная. Ну вот, и естественно. Это дурная компания во всех смыслах, которые этому подвержены. Значит, внимание, без объяснения причины. Значит, ты, у тебя нет характера, ты слабак, ты очень слабый, ты с ними разб... разговариваешь, что они тебя переубедят, или ты, ты скажешь, ой, ну пообщаться, но ну, не буду играть, но буду общаться. А что общаться с больными людьми? Просто без объяснения причин заблокируй. При встрече скажу, что ну вот извини, так вышло. Пусть считают, что они хотят, пусть что они адекватны, пусть делают, что хотят. А проблема этих идиотов. Все, следующий вопрос. Да, и пусть напишут через несколько дней, что он все это сделал. Пусть отчитается мне. Пусть просто напишут, что я честно сделал, только не врать. Можете всем врать, кроме меня. Дальше. А, отправил это не, ну, немного по технической и вам. Да, представьте что-нибудь... Ну вот, это три страницы. Ну ли, я это все лично, во-первых, это читать от 15 минут, я лучше завтра почитаю и завтра отвечу письменно. Как правило, на письма, когда три страницы, легче ответить двумя строчками. Так. Вопрос. Константин отправил 4000 рублей. Угу. Здравствуйте, Евгений Николаевич. Угу. Большое спасибо за все ваши труды, за видео и стримы. Вопрос. В своих давних интервью вы говорили, что мы сегодня это ходячий труп СССР. При развале СССР не все в, ну, сбережения не все, людей. Так, чтобы сказать, мы, некоторые еще вполне сексуальны и живы. Так-так. Все сбережения людей моментально обесценились. Угу. Как вы считаете? Может ли то же самое повториться в нынешней ситуации? Да, и надо, Стоит чтобы ли это уже не сейчас? просто повторилось, а чтобы еще а, мой замечательный друг Анна Николаевна Шатилова это еще раз, и еще раз, и еще раз озвучивала, что прекращено хождение там вообще любых денег, любых купюр, любых вкладов. То мало им все мало. Они все еще верят, все надеются, все доверяют. Просто вот. Войдите. Тогда. Стоит ли уже сейчас переводить накопления в рублях? Во что-то более э, другое ну, так. Ну, святотатство. Ну, что вы вот такое в эфире святотатство? Как это вообще подумать, вы, предатели, такие мысли и более озвучивать? Ну, стыдно даже слушать. Вот. Вы уж понимаешь, ну что, боитесь все потерять, что ли, да, вообще, что ли? Что заработали? Вот люди пошли, да? Так, ну что, все там? А, да, поэтому все. Сейчас пришлю еще фотографии. Да, стоит оценку. ли потерять? Ну, стоит ли переводить? Ну, как вам? Вы должны думать не о своих сбережениях. Вы должны думать не о себе, не о своих сбережениях, не о своей жизни. А вы должны думать о какой-нибудь... Вот, поэтому... Ну, вы сами вот, послушайте, вы прочитайте, что вы написали. Сами прочитайте, что вы написали. И сами вы дадите себе абсолютно однозначно логический ответ. Без меня. Следующий вопрос. Или что, на фотографии? Да, уже прислал. Так. Фото. Имя какое-то, так. Я вообще не понимаю, из каких это... Я сначала пойду, с каких лет, потому что фотография современная, но на заднем плане Волга. Прическа и лицо, как в 1982 году молодого человека, рубашка, как в 1975 году, современные фотографии. Сзади за ним моя книга, книга Тэтчер. Вот, ну такой, что? Ну что за несчастье такое? Так, ну что, в чем вопрос? Генри Кедл. Отправил Это 10 бывает. тысяч рублей. Так. Здравствуйте, Евгений! Здравствуй. Пишу, что приходит в голову. Да. А в голову приходят облака, пронзаемые горными колпаками, водопады цветов, форели, симфонии, и все, что заключено в вытекающих, проносящихся витрем и струящихся переливах, оттенках и отзвуках. Струны переплетающихся судеб сыграли. Свой последний аккорд, ведь другого я уже не услышу. Вы затмили для меня все самое незыблемое, разоблачив его, превратив в красочный и вечно кружащийся каскад песочных замков, в маскарад пляшущих человечков. Нет двух повторяющихся масок, как нет различия между их тенями. Тень одна. И как хорошо, что ваша, такая большая, что огражает ограждает меня от всей суетности и незначительности посюсторонне товарного. Сперва я прочитал вашу монографию, потом я прочел ваши мемуары, и на двадцать четвертом году жизни наконец родился. Вы мой духовный родитель. П.С. Во время моего второго рождения, когда я читал ваши мемуары, мне приснилось странное имя, которым я подписался вначале. Теперь это мое настоящее имя. Дочитал. Ну, ну, мой дорогой, ну ты, конечно, совершенно замечательный, и прямо так это трепетно. И это очень точно, честно и правильно. И это, я вся говорю, что я не очень уважаю дни рождения, потому что дни рождения есть у, у любых мы насекомых, у всех, а человек рождается постепенно от мысли от знаний. И ты, я вижу, что ты действительно вот по-настоящему родился от знаний, которые в том числе я тебе дал, я понимаю, но замечательные, добрые, умные фотографии, такие в хорошем виде, не, в хорошем смысле слова, несовременные, книжки правильные. Единственное, что очень такой трепетно худенький и прочее, прочее, важно, я, нет, я ненавижу все такое эти качалки и прочее но тебе нужно для здоровья и есть и как то что то какие то разминки в комнате придумать это очень важно именно для здоровья чтобы ты так нес вот эти мысли и правильные образы дальше и долго и прекрасно этим нужно заняться озаботиться вот, и там внимательно, ты очень симпатично одеваешься, но внимательно, чтобы все длинные рукава, рукава, соответствовали, и где-то иногда не забыть чуть-чуть подкоротить волосики, а потому что все очень симпатично, у тебя не оригинальная внешность, реально оригинальная, вот, непростая запоминающийся вот и ты, ты умничка ты просто молодец но вот ты должен о себе очень 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 позаботиться в этом смысле то есть не только книги да но и медицинский потому что вот организм не самый простой поэтому надо как-то э, вот, так сказать дышать развиваться и как сказать вот немножко так раскрывать организм но я думаю что все это можно делать э, дома вот. Ну и пиши, как ты постепенно, как все вот по развитию, по тому, что я посоветовал. И ну просто, просто умничка. Даже удивительно, вот такой вне, вне контекста и времени, и страны. Совершенно вне контекста. Да, вот. И по... Внешности что-то как из немецкого фильма 70-х годов. Хотя там может быть все. Там может быть русское, удмурское, все татарское, все что угодно. Любые нации, другие тоже. Ну, русские, конечно. Но вот э, такой очень оригинальный. Очень оригинальный, да. Так что просто держи в курсе, как ты живешь. Постепенно. Пиши просто так, да. Дальше. Евгений, сейчас еще немного отвлечь. Mm -hmm. ЭКО – это тоже по-техническому. Uh -huh. uh -huh. Ну да, только сокращая всю все, личную историю. Вот если там про сам фильм можно, лично и не нужно. Даже долго читать, да. Итак, Александр отправил 4000 рублей. Здравствуйте, Евгений Николаевич. Один из моих самых любимых фильмов с детства и до сих пор «Узник замка Иф" режиссера Георгия Юнгвальд Хилькевича по мотивам графа Монте-Кристо. Пересматривал его много раз и каждый раз наслаждаюсь. И, откровенно говоря, он мне нравится сильно больше, чем сам роман. Наслаждаюсь и песнями, и музыкой Градского в этом фильме. Иногда мне кажется, что их смысл понимаю я один. Пожалуйста, не могли бы вы дать оценку этому фильму? Да, ну хорошо, что ты такой, э, как бы роман... позднесоветско-романтический, это приятно, э, да. Но, конечно, мне эстетически сложно воспринимать, потому что и э, главный герой очень талантливый театральный актер, но все-таки э, внешность такая, что э, ночью страшно приснится, И когда есть э, экранизация с Жаном Море э, в этой эстетике, в этих настоящих интерьерах и с изумительными и бронзой на столе. И понимаете, э, э, вот это, если, мы, если мы говорим о э, разбогатевшем мстителе, нужно же показать богатство. В СССР не могли ничего показать, никакого быта не было нормального. И все это музейное несчастное разбитое. Вот, а музыка, да, вот, но музыка отдельно, она как бы не связана с эпохой, и, ну как тебе сказать, роман, но ну, все-таки роман это источник, и это э, исток этой замечательной фантазии, поэтому его надо, конечно, ценить больше, и он дает больше вариаций, больше возможностей и для точного прочтения, и для фантазии, вариаций шире гораздо. Так что фильм, ну, неплохой и такой все, но как-то мне это не очень понятно и эстетически не очень близко. Но хорошо, что тебе вот такая, как тебе, не, ну, не глянцевая романтика нравится. Это, в принципе, я могу оценить как положительное. Вот, и я знаю, что там... И этот фильм актер, он есть поклонники даже очень. Там Авилова любит. Вот. Но это, понимаете, так это на любителя. Это есть специфические вещи. Есть классические, если мы берем Жанна Море, это во всех смыслах классика. И вы знаете, насколько я люблю классику. Вот. А, ну, а Хилькевич, он, конечно, так специализировался на французских, залихватских конных и авантюрных Этих экранизациях, историях. Да, да, да. Так, вопрос немного странный, вот, но я бы все-таки вас отсылал и к первоисточнику, и все-таки к экранизациям таким эстетически выверенным французским дальше. Возвращаемся к фотографиям угу. на оценку. Да. Отправил. Ну, сегодня у нас... Так, ну хорошо, да. Так, в чем вопрос? Она а, кстати, говоря, вот вы 40... сфотографировались на печатной машинке а, на монументе Воссоединения Италии в Риме. Я вижу уже, вы это сделали недавно совсем, поскольку там а, идет на площади Венеции это жутчайшее, уродское строительство метро. А, одной из главных площадей Рима а, полностью уничтожили, перегородили высоченными грязными этими э, цветастыми штуками, по, строят метро. Площади теперь нет, это нам несколько лет. Я считаю, что это уголовочный дебилизм. Зачем там еще одна станция метро? Вообще, зачем там э, метро в центре Рима лишнее, когда это по, и так полно? Это уродовать и мешать людям, и проезду, проходу. Это, это очень плохо. Так, данно. Анна отправила 40 фунтов. Да. Yeah. Дорогой Евгений, yeah, yeah. ваши слова словно тот самый легкий, трепетный, нежный венто, который бывает mm -hmm. только в Риме и только ранней весной. Да. Yeah. Ваши мысли подобны таинству фресок, которые завораживают и затягивают своей глубиной. Спасибо за ваш труд. Я буду очень благодарна, если вы сможете прокомментировать мое фото, песть на нем «Линии судьбы» а также поделиться вашими наблюдениями насчет двух самых интересных с эстетической точки зрения портретов наций, их схожести и различий, итальянцев и французов. Всего вам прекрасного. С уважением, Анна. Ну, Анна, замечательное письмо. Такой венту, такой вечерок. Итальянский бывают в Риме не только в апреле, но, конечно, в апреле особенно приятный. И не только в Риме бывает. Но вот все очень хорошо. Но если вы фотографируетесь в Риме, то я бы вам советовал прежде всего избегать банальных мест. И вот этот монумент, огромный, ломающий ландшафт, и как бы очень грузный, да, его надо бы избегать, особенно в плане фотографий. Можете музей реставрежмента посетить и там в кафетерии, но вот так фотографироваться в этой, в этой общаге, как все, как все быдло туристы, я бы очень-очень не советовал. Я и в лекции о том, как правильно посещать Рим, который вот есть на канале, я вам советую посмотреть, об этом говорил. Ну, Рим великое место, значит, там столько есть изумительных мест, если вы хотите на фоне. Них сфотографироваться. Вот. Ну, вы так приличные, приятные, немножко азарные, ну, хорошие комментарии. Вот, надо не допускать банальности. А, что касается французов и итальянцев, они, конечно, вышли из единой средиземноморской цивилизации, но имеют особенности и отличия. Как, собственно, итальянцы внутри, мы сегодня уже касались этого, венецианцы отличаются от неаполитанцев, римляне от миланцев, генуэзцы отличаются от умбрийцев и так далее. общем, сильно отличаются и внешность, и язык, все что угодно. Я говорю, Сицилия, Сардиния и во Франции. Но в целом итальянцы, более темпераментные, менее терпеливые, менее политесные, более витальные, иногда склочные. Французы в целом, но ну, опять-таки, это же большая разница. Вот французы в Ницце, французы в Нормандии, французы в Эльзасе. Ну, ну, разница, ну, действительно. Но в целом французы более спокойные, более рафинированные, более политесные, более в чем-то терпеливые умеют поболтать, правда, совершенно бессмысленно, но очень красиво, очень все это облекают форму, очень цивилизованно, очень культурно. Они, французы, рафинировали, истан... не утончили, а истончили многие искусства итальянцев, в том числе и кулинарное искусство, искусство декоративно прикладное искусство они перенимали потому что все это практически пришло из италии да, и рафинировали и вот сколько сколько привезла и перевезла медичи в париж а, и это обрело не просто новый дом но новое развитие в этом смысле французы конечно Большие молодцы, но итальянцы сейчас держатся лучше, чем французы, потому что у них больше энергии, витальности, и под наплывом леваков и дикарей итальянцы хоть как-то еще отбиваются, реагируют. Хотя бы, знаете, как вот у них еще есть импульс, когда молотком по коленке бьют, они еще, у них тело живое, если. <космех> вселились дикари, они хоть как-то на это реагируют. Даже не, ну, не могут выселить, но реагируют. Французы уже совсем выцвели, терпят полностью, как их уничтожают, едят дикари и прочее, прочее. Вот, поэтому <coughs> вот такие вот стилистические различия, стилистические, которые выдают э, глубинные процессы. Так, дальше. И еще фотографии на оценку. Пожалуйста. Да, я сейчас, сейчас по поводу первой фотографии, я буду очень-очень материться. Так, значит, вот... Ну, он, может быть, неплохой парень, может, хороший, и все. Но вот ну какие надо иметь мозги либо не иметь, чтобы дебильный, дебильный жест, когда фотографируется на фоне какого то там исторического места, особенно площади, вот там площади Лувра, где это пирамиды или эфирили башни, и выставляют руку, как будто они ее держат, но это дебилы дегенераты. Просто от рождения, дебилы, дегенераты с дебильными родителями, с дебильной генетикой, абсолютно лишенные ума. А, зачем это? Что это означает? Зачем это? Что это? Это нереальность, это бред собачий, это одинаковость. Это миллионы одинаковых. Они друг, они а как будто держат дебилы. Вот. А у тебя еще и жуткая игры, там, сутулы жуткая, и перерост и прочее. Так, я слушаю вопрос. Аноним отправил 5000 рублей. Евгений Николаевич, здравствуйте. Рад вновь видеть вас отдохнувшим и набравшимся творческих у сил. Я был до стрима, до ваших вопросов и таких фотографий, отдохнувших и отдохнувшим и набравшимся. Благодарю вас за фото и видео прогулок по Риму, за впечатление и донесение их до ваших чувствующих вас на любых... Вот ты у меня когда-нибудь рас... видел такое дебильное фото, где я что-то держу, там какую-нибудь пирамидку, ну, которая фоном, ну, ничему не учится. Я благодарю вас. Я благодарю вас за все ваши мысли, действия, труды. Все они направлены на создание эстетики, культуры, цивилизации вообще. Трудно подобрать слова, передающие эмоции, возникающие при знакомстве с вашим творчеством. В искусстве это гордая стать, широкая открытость, всепроникающая чувственность. В науке железобетонное доказательство, ювелирная точность, смелость, свобода мыслия. Мне 25 лет. Родился в провинции на отшибе маленького города в необеспеченной семье. Отсутствие внимания, отсутствие внимания материализовалось в виде хронических болезней, которые проявились под давлением ранней грубой работы. Я заметил. самостоятельно обеспечить себе да. жизнь. Да. Попав в очередной раз в больницу, в стационар, мне посчастливилось получить доступ к скромной библиотеке, где я поначалу только укрывался от бессмысленных сопалатников. Далее же, просто от нечего делать, я стал читать лежащие там советские книги и журналы по химии. Благодаря гнилой системе и втайне от родителей... Гнилой системе, да, так. Тайне от родителей без проблем не ходил в школу, зато получил неограниченный доступ к больничной библиотеке. Начал участвовать, и побеждать в Олимпиадах, благодаря им поступил в Москву, но и тут столкнулся с убогостью системы. Продолжил и продолжил образование самостоятельно. Даже с повышенной стипендией не хватало средств на жизнь. Пошел работать тем, Какие, ну, как, какие знания умел? Учителем олимпиадной химии в одной из лучших школ. Пробовал работать в науке при университете, но ничего, кроме казнократства, подсиживания и бессмыслицы, там не увидел. С недавнего времени начал работать в ОАЭ. Езжу туда на выездные научные школы. Как же вы правы насчет их грязи, дикости и отсутствия культуры?» За пять лет работы в московских школах вижу ускоряющуюся деградацию как у школьников, так и у учителей. Стало невыносимо работать с обеими категориями. Детей полностью съели гаджеты и интернет. Они зависимы от них на физическом уровне, в коре головного мозга. Ничего нет, все на удаленных серверах. Работает одна подкорка. Евгений Николаевич, пожалуйста, подскажите. Как с одной стороны сделать и собственную жизнь, а с другой стороны и жизни, жизнь людей вокруг лучше. Уйти в частное репетиторство, развивать личный бренд. Или переехать в другую страну, где понимают важность развития, образования, науки Сейчас и техники. Сейчас ни в одной стране это или... не понимают. Ни в одной, да. Так или так. отстаивать. Или отстаивать свою позицию на родине. Хочется открыть людям знания и реализоваться самому. Все. Понятно. Ну, действительно, все, да, все. Но прежде всего, чем открыть кому-то знание, значит, поскольку тебя родили убогие просто... Я правильно сказал, что у тебя родители отвратительные, да, которые ты все это и описал. И было на тебя наплевать, они тебя сделали больным, несчастным, провинциальным. И главное, что больным и несчастным. И это преступление. И таких гадов полно. А этим, говорят, давайте нищебродов плодить. Значит, прежде всего, вот все, что ты описал, это все уничтожается вот этим дебильным жестом. Тем более с твоей фигурой. Значит, ты вытянутый, тощий, искривленный, с жуткой спиной и так далее с определенным неудачным вывертом и челюсти, и губ, и так далее, это особенно глупо и бездарно выглядит. Особенно. И ты такого у меня не... У меня вот тысячи фотографий, ты у меня такого не видел. Почему ты не заметил, что такого я не делаю? Почему ты не учишься? Как ты считаешь и смеешь, что ты кого ты можешь учить просвещать, если ты сам как абсолютно, ну, я не знаю даже, ну, не хочу оскорблять, но просто мне это все бесит. Дальше. Прежде чем там еще просвещать, займись собой, займись здоровьем, потому что тебе твои выродки и родители сделали тебя больным. Во всех смыслах. И сделали, и не следили, и не лечили, и прочее. Займись срочно. Там, я ненавижу все эти гимнастики, но надо... Как-то все это распрямить, какие-то правильные нагрузки, какая-то правильная еда и прочее. чтобы так не выглядеть. И по мимике: чтобы было с тобой и всячески приятно и интересно, чтобы ты нес просвещение, надо и мимику рафинировать и правильно улыбаться, но не лыбиться, как дурака, так сказать, все, в общем мало от меня берешь, ничего почти не берешь. Ты умница, ты хороший, ты сам все сделал, и ты добрый, и я хочу помочь, и видно, и по письму, но надо начинать сначала. Не надо телегу впереди лошади, надо слева направо. Вот займись собой, здоровьем, внешностью, поведением, мимикой, повадками, руками. Только после этого переходи к химии, просвещению, странам и прочее. Вот как это сделаешь, потом поговорим вот и уж точно знаешь что твои родители тебя подставили и вели с тобой по-скотски и за ничего не потом попросят а так переезжать бессмысленно ты еще не, себя не сделал чтобы потом куда-то переезжать не переезжать по поводу ä, репетиторства ну бренд у тебя такой я никакого не вижу чтобы это было возможно иметь бренд а, переезжать это бегать бесконечно можешь заниматься репетиторством чтобы просто зарабатывать тебе нужно зарабатывать и следить за собой за здоровьем, за внешностью, вот, зарабатывай и следи. Это я тебе очень с болью все говорю, потому что вижу, что ты хороший, но в ситуацию изначально так подставлен этими скотами и загнан отвратительную. Это я честно, с болью, честно все тебе говорю. Вот этим займись. Потом уже химич. Вот, а так все остальное абсолютно правильно описал. И деградация абсолютно ужасная. Сейчас пишут, ой... Хотят вести закончик, значит, чтобы не оскорблять учителей. Чтобы уважали учителей, уважение надо добиться. Уважение надо заслужить. Запретами просто, если вы будете наказывать, запрещать, вы ничего не добьетесь. Я помню свою школу, абсолютно бессмысленное место, абсолютно выброшенное время. Это в центре Москвы, одна из лучших школ с английскими, как я говорю, наклонностями. и без всяких, без всяких хулиганов. И все достойно. И так далее. И все это было все, но бессмысленно полностью, потому что система бессмысленная. И предметы, и как преподают, и преподаватели. слушай в 7 утра невыспавшиеся лузеры пытаются что-то специально внедрить в невыспавшихся несчастных детей разного уровня развития и разного, главное, врожденного мозга. Врожденного. Потому что один просто дебил. Он в этом районе живет, вот он в этом районе живет. Дебил, он дебил. Ему вообще ничего не объяснить. Или он будет долго думать, да? Другой средний, а третий вообще ему это не нужен настолько талантливый и гениальный, что вообще это ничего не нужно. Их нельзя объединять вообще. Вы понимаете это? Вообще это необъединимо. И не может лузер и урод, и и какая-нибудь целлелитная львоед, тощей измученной жизнью, преподавать что-то, тем более высокую и красивую литературу, впихивая в несчастных, так сказать, детей, которые сразу испытывают отвращение к этому. Из-за того, что они вид рожи и жизнь этих лузеров. Иная проблема, что сейчас до того довели в страну, что уже и многие дети себя бандитски ведут, и надо защищать учителей физически. Но это другое. Это не оскорбление, это нападение. Вот за это надо судить родителей, чтобы сидели родители. И часто уже, сейчас еще мигранты приводят детей в школу, которые не знают русского языка. Это вообще невозможно. Как это может быть в класс, в котором ребенок учится в нашей русской школе, не зная русского языка? Если они приехали сюда зарабатывать, если там у себя не могут, где у них такие замечательные, в чем их, их религии не помогает, да? Так пусть, без семьи приезжает. Пусть я заработал, уехал, или пусть работает. Зачем он сюда перевозят? Зачем нам, так сказать, устраивает то, что сейчас устраивается? Поэтому я считаю, что мигрант приехал работать. Если он трудовой мигрант, все, без семьи приехал, поработал, уехал. Иначе это будет подмена населения. Так что э, все надо делать с пониманием, во что это выльется в будущем. И сейчас говорят, вот и так уже проблемы социальные, и так нищеброды плодятся, и так бандитизм. Наркомания дичайшая! Вы же не знаете, что происходит вообще по стране? И говорят, вот им еще больше, еще бессмысленнее, как свиноматки и так далее. Что вы получите? Вы получите постоянную поножо, поножовщину, получите... Рост преступности. То, что если рож будут рожать просто вот так вот бессмысленно, без э, денег, без квартиры, без образования, еще рано, когда они воспитались, когда сами себя не воспитали, это будет ад. Понимаете? Ад. Потому что важно э, не что, а как. Потому что важно не количество, а качество. И не надо лицемерить. И распиливать гранты, и распиливать бюджет. Вы все прекрасно понимаете, даже те, кто лжут в эфире, в ГУД. Они все понимают, что я прав. Только вы все хотите примазаться, кресел хотите и бюджета хотите. Потом скажут другой спустя, будете другой отстаивать. Нечестивцы. А в итоге получим поколение нищебродов и поножовщины. Последние годы, это просто, мне примеры пишут, это ад какой-то. Уже. А что вы хотите устроить дальше? А что надо думать? Вот пример. сколько несчастных? Это вот сейчас пример пишет несчастный. Так я говорил, обычно, значит, там быдло рожается, в быдло семьях, а здесь случайно, поскольку вот это изменчивость как раз головного мозга поля под поля, вот он случайно родился со сложным мозгом. И он понял, увидел, какой вокруг ад и мучается. А он уже подставлен. Он уже больной, он уже не богат, он уже в жутком контексте. И вокруг него жуткий контекст. Потому что какая может быть надежда на просвещение, если вокруг быдла который не хочет просвещаться, не хочет. А еще ему говорят: не надо просвещаться, надо просто плодиться. Не надо, ум надо плодиться. Так, значит, это все я осветил. По школе бессмысленно, из которой я с детства презираю, презираю, потому что эта трата, это у меня отняли мои годы жизни от дел, времени и всего. Это мне нужно компенсировать, потому что это не нужно было. Вся система порочная. Если вы, вам, вы интересуетесь этим предметом, вы должны только их учить, а остальные вы не должны, потому что вы все равно ничего это не останется, вы не будете никогда использовать. И нельзя, чтобы абсолютно неприятное существо вам вдалбливало величайшие красоты поэзии, потому что после этого вы никогда не будете любить поэзию. И нельзя, чтобы вместо науки и истории была пропаганда лжи и мерзости, которая ведет в самые жуткие ямы исторические. Это я еще так вот ненавижу школу, учился, когда не было пропаганды практически. Это не сейчас. И это я в центре Москвы. Страшно представить, что происходит где-то. Так, короче говоря, займись собой и тоже напиши там через полгода, как ты. Следующий вопрос. Никита отправил 105 долларов в криптовалюте. Вот его вопрос, текст, описание ситуации. Добрый вечер, Евгений. Спасибо за вашу работу и за то, что внесете научный подход и здравомыслие. Вы не боитесь говорить правду и называть вещи своими именами от своего имени и от имени науки. И это вдохновляет и заряжает меня позитивной энергией. Мне 23 года, коренной москвич в третьем поколении, имею высшее экономическое образование, параллельно с учебой построил бизнес в сфере IT. Вокруг меня было много людей из физмат-лицеев, которые решали технические задачи, а я занимался переговорами с инвесторами и партнерами, управлением командой, повышением качества продукта. Мы имели небольшие успехи, но в начале 2022 -го года я уехал из России и начал новую жизнь. ай яй 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 стыдно. Так. В Австрии. Естественно, легально и живу не на пособии, как некоторые. Работаю удаленно в сфере продаж и маркетинга, зарабатываю среднюю европейскую зарплату. В юности я занимался шахматами, достиг звания кандидата, побеждал на городских олимпиадах по истории и французскому языку. Мое слабое качество – это драйв и соревнования. Сильные стороны – сфокусированность, ответственность, коммуникабельность, умение строить глубокие взаимоотношения с людьми, взгляд на вещи, стремление победить и так далее. С моей духовной жизнью все в порядке, благодаря вам и вашему чувству прекрасного. Сейчас я выбираю себе направление для построения карьеры в Европе, чтобы заниматься этим в последующие 10-20 лет. И за это время, за это время с максимальной вероятностью заработать состояние... Там еще сколько? От 20 до 100. Я, я вот читаю быстро, уже, уже почти конец. Ну, конец читай, да. Значит, ну, от 20... фразу, я не прослушал от 20 до 100 миллионов, чтобы обеспечить себя и наслаждаться жизнью во всех ее направлениях. Я точно хочу заводить знакомство с образованными, богатыми европейцами. Знаю, чем успешнее окружение, тем лучше ты сам. Но выбором направления я задачен, решаю между недвижимостью и сферой переговоров, и трейдингом. Вопросы. Какую область лучше всего выбрать мне в нынешнем историческом и экономическом контексте, чтобы добиться поставленной цели? Рыть бомбу и И рыть чем лучше всего заниматься молодому человеку 22-25 лет и живущему в Европе, чтобы иметь очень качественную жизнь? жизнь и быть в числе самых обеспеченных людей мира через 10-20 лет. Все. Привет. Да, <laughs> понятно. Значит, опять-таки, без обид. И это я говорю, во-первых, чтобы и тебя, тебе помочь, и кого-то, может быть, спасти. И я бы мог это ничего не говорить, я мог формально, что сказать, ой, да, иди там в трейдинг, иди туда, иди сюда, или как бы, ну, молодец, или как-то, да, все, это ерунда. Значит, если честно совсем, вот что я думаю, все, что написал, это такой портрет плебея. Вот абсолютно портрет плебея. Антош, перечитай, пожалуйста, там, где он что-то упоминает, сколько он хочет заработать. Я не помню, сколько. А, если вкратце, чтобы, да, чтобы заработать от 20 до 100 миллионов долларов. Ну и чуть дальше. Один момент, просто много, много, много. Да. Ну, неважно, короче говоря, значит, у тебя полная Но... каша в голове, прежде всего. Твоя неусидчивость, которую ты описал, именно как неусидчивость, что и то, и то, и так далее, и желание там общаться, заработать от 20 до 100, хорошая развилка миллионов и так далее, это... Выражение А. плебейство, Б. невроза или психо... Ну, невроза. Не обязательно, чтобы это был медицинский невроз, вообще о терминах договариваются, но так или иначе это невроз. В твоем письме есть все, кроме смысла и сути. Смысла твоей жизни нет вообще. Ты его не знаешь, ты о нем не задумываешься. С твоей духовной жизнью, как ты сформулировал, конечно, не все в порядке, у тебя нет вообще. Если ты думаешь, что... Просто просмотр двух художников или режиссеров, которые я упомянул, это нормальная духовная жизнь, ты сильно ошибаешься. Важно, во-первых, не что смотрит, а кто смотрит и как смотрит. И абсолютно плебейская формулировка, что хочешь, хочешь он общаться с самыми образованными, богатыми людьми Европы, Прежде всего, ты должен понять, что с тобой ни один образованный, богатый человек Европы общаться не хочет и не будет. Либо это будет какой-то из разорившихся рантьей, идиотов, которые совсем не смогли найти себе директора, чтобы он сдавал недвижимость родителей, и ему нужны любым образом деньги, и он будет тебя терпеть, унизительно терпеть полчаса за деньги за встречу. Да? Это если кто-то там родовитый. Все, потому что ты абсолютно неинтересен, ты пустой. И вот эта быдлячая формулировка, я таких писем получаю, наверное, тысячи. Все хотят переехать, не знают в какой сфере чего делать, но главное что-то делать и как-то заработать какие-то миллионы долларов. Это абсолютно полебещенный детский сад и бессмыслица. И главное, даже если кто-то из них, там из 10 тысяч написавших, 5 человек, заработает 2-3 миллиона, ну и что, это им ничего не даст абсолютно, это будет несчастный. Потом будут они писать письма, какие они несчастные, как у них все неправильно в жизни, в браке, они захотят развития как раз культурного, что посмотреть, что почитать. Это нужно по-другому. Сначала, что посмотреть, что почитать, вот. а потом уже, так сказать, вот эти все мечты про а, миллионы. К сожалению, так, иначе не получается, потому что пока человек неправильными или дебильными методами э, зарабатывает, общается с быдным с офисным и прочее, он э, не живет, не образовывается, ничего не получает и остается пустым, и все его неврозы и психозы, вся твоя неусидчивость из юности из детства, они выплывают, цветут пышным цветом. А к 30-40 годам вы что-то зарабатываете, ложитесь в психушку и первый или второй раз разводитесь. Поэтому надо все делать иначе надо с юности слушать меня и выстраивать жизнь правильно по ступенькам вот это образование воспитание это вместе без воспитания образования бессмысленно то что ты можешь давать знать название картин роваджа но это техническое знание которое тебе ничего не даст потому что зачем это знать как это использовать и прочее ты не знаешь смысла жизни ничего вот, и все формулировки меня отталкивают страшно. Вот. Зачем написал, что ты коренной москвич, если ты а, уехал жить в Австрию? Вот эта фраза к чему? Ты сказал: коренной москвич в третьем поколении. Ну, третье поколение это мало, хотя нет, никто не определяет, сколько вот, чтобы быть коренным, нет такого научного определения, но как бы это минимально три, но маловато. Но дело же не в этом. Ты можешь быть и в одном поколении, и в двух поколениях, но если ты действительно. Знаешь, ценишь э, и чувствуешь и понимаешь э, культуру того города, который ты говоришь, что ты коренной. А ты спокойно, легко уехал и не собираешь возвращаться, следовательно, говоришь, что ты коренной москвич бессмысленно. Это уже начало э, вот это как бы э, я тебе как анализ медицинский, да, и вот это анализ, да, вот первый бессмысленность в этом, плебейство бессмысленность. И потом э, чувствуется в твоем письме, что ты где-то или начитался, или наслушался, так сказать, через кого-то э, формулировки э, подонков, которые пишут брошюры или делают курсы по, э, там, я не знаю, как добиться успеха, или мотивационный, или что-то такое. Вот я это ублюдство, прямо вот это мошенничество, это уголовщина, я прямо узнаю в этих формулировках там у тебя пару было, что, что успешный человек общается с успешными, или там что-то к таким годам что-то такое заработать, так, зачем, то есть никто ни про жизнь, ни про смысл не говорит. Если ты не понимаешь, что такое жизнь, что такое смысл жизни, кто ты конкретно, конкретно чем ты отличаешься от других, и что конкретно тебе надо, не кому-то, а конкретно тебе и прочее. Если ты не знаешь, вот хорошо, у тебя вот, допустим, 100 миллионов, большая часть того, что ты, вот, больше вариант из того, что ты хочешь, 100 миллионов, ты будешь нищим, ты будешь жить как нищий, будешь несчастный, я тебе точно скажу, потому что ты будешь жить в говне, ты не знаешь, как, что должно быть в интерьере, просто не знаешь этого, не понимаешь вообще. И даже если я тебе поставлю, я тебе поставлю, да, ты не сможешь этим наслаждаться, потому что ты пустой. У меня куча миллионеров знакомых, они пустые совершенно, они не могут ни от чего получить удовольствие никакого вообще. Они несчастные люди. Вот. Потом через год, два, три ты, тебя найдет какая-нибудь эта самая, ахмутай, через там два, три, семь лет ты разведешься и будешь мне писать, что вот ты уже успешный бизнесмен, но ты уже развелся, что делать дальше. Она надо было спрашивать до. Поэтому а в твоем письме есть все, кроме смысла. Ты меня спрашиваешь, в какую область бизнеса идти. А я тебе говорю, что а вообще это же не так принципиально, не так важно, в какую идти. Главное, зачем идти, вообще зачем тебе жить. Потому что если ты ставишь целью, цель жизни, это заработать 20-100 миллионов долларов, нет, это не цель жизни. Дальше, и пообщаться с богатыми людьми Европы. Ну, и где-то можно поймать на улице, если хочешь, можешь хоть что-то на колено поставишь, испугаешь, что там, общайся со мной, богатый человек Европы. Это плебейство, это быдлячество. Ты даже не понимаешь, зачем, о чем о вам говорить. О чем? От твоих 10 до 100 миллионов у них, если это богатейшие люди Европы, для них это копейка, причем они родились с этой копейкой, они вообще не понимают, о чем идет речь. Они тебя либо не поймут, либо поймут, что ты деревенщина, прибей и ну варишь из провинции, либо еще что-то. Ты этого не понимаешь. Сколько я видел, вот, ну, такие, кому по тысячи лет, род, тысячи лет, семья, особенно в Италии, да, и они уже как бы привыкли, что кто-то на них хочет выйти, особенно из региона бывшего Советского Союза, с ними как-то за деньги или как-то пообщаться. Они так глумятся, ну, интеллигентно, конечно, потому что люди рафинированные, так глумятся, и твой Элдженио вот такой-то, мы так, так это унизительно, когда вот я это как снисходительно смотрят на кого-то. Иногда меня даже просят с кем-то соединить, познакомить и прочее. Вы этого не понимаете, что ты никто, ты пустой и будешь еще более пустой через несколько лет. Потому что пока ты молодой, хотя бы можно, так сказать, что-то потрогать, а потом ты будешь старый с этими миллионами, которые их не интересуют, тем более интеллектуалов. Но если только, так сказать, помучиться с тобой с дебилом поговорить, чтобы на тебе заработать, чтобы нормальный человек что-то там по себе в жизни сделал. И так далее. То есть ты должен срочно понять свою глубиннейшую проблему, иначе ты потеряешь жизнь. Просто выброси жизнь, да? Вот сейчас. Не беситься, не обижаться на меня, а отнестись ко мне как к спасителю, просто, как, как религиозно, как к спасителю на коленях, что э, схватил вовремя на краю вот этого гибельного пути, да. А так ты можешь прекрасно заработать, конечно, хоть и 300 миллионов, почему, а почему не 300, почему не, не миллиард, почему не три или там, или неважно, почему, ну. То есть хорошо, что ты там не какой-то э, маргинал грязный и не работающий. Это уже хорошо, да? А вот, э, которых используют, не, не, не скажу в эфире где. Но э, если ты претендуешь, а ты претендуешь на очень многое, и на то, и на то, какая духовная жизнь, то это письмо, это вот в рамочку. Вот тебе плебей, и вот в рамочку вот это письмо. Просто вот так вот. Вот я тебе честно сказал... У меня я всегда еще все мои проблемы репрессии, а то, что я честно всем вот так вот все говорю, правителям, чиновникам, там, исламистским террористам, каким-нибудь футбольнутым, неважно вообще кому, вот, толпе и прочее. Но, ну как иначе, это в этом смысл? Я такой один, это правда. Вы, конечно, можете беситься, но таких людей нет, кто бы так честно, точно и правдиво все открыто говорил. Всем. Причем по всем направлениям. Потому что у кого-то какая-то вот специфика. Это, ну, где-то здесь что-то сказал, там, я везде. Вот, вот так. Уже подумай над собой, и тебе надо все менять, и тебе надо объяснять заново, что такое жизнь и смысл жизни. Вот. Это, конечно, не в рамках стыма, что это надо с человеком работать, надо объяснять, надо его просто брать и в глаза, и прочее. Но сначала ты должен понять свою проблему. Не отмахиваться, не считать, что о, я сейчас пойду там такое туда-сюда заработаю. Плюс там у тебя в письме уже видно, я таких очень много знаю. Почему я упомянул психбольницу? Потому что я очень много знаю бизнесменчиков, которые, значит, у них изначально был полунеброс, полу такая полубиполярка, и они и вот вложились они темпераменты где-то урвали заработали упустив абсолютно все образование воспитание здоровье смысл жизни все они еще больше нагнетали себе вот эту психическую болезнь, потом произошел срыв, им уже эти деньги не нужны, потому что они уже совершенно без всего. Все это опасно в чистом виде по письму. Я прям вот вижу письмо, я тебе разложил всю твою жизнь. Я почему еще так подробно говорю? Потому что ты же такой не один. Такой наверняка не один, если кто-то в, в твоем письме узнает себя, а это, к сожалению, проблема, потому что люди не любят узнавать свои проблемы, когда, ой, смеются над другим, говорят, ой, ну как он ошибочно сделал, не понимая, что они имеют ту же проблему, потому что легче, как у, в ревизоре у Гоголя, в конце сначала Ляпкин смеется над Тяпкиным, над Городничем, когда его значит, обижают в письме, да, а потом про него, ой, потом про него ужас, про себя всегда как-то вот, что там так написано, да, поэтому никто правды не любит, вообще никто, но у кого есть сила и честь и достоинство, надо это понять, вот послушай, если есть сила, если нет сил, можешь забыть, отмахнуться и вот это радостно пытаться что-то, так сказать, урвать и потом искать какого-то этого самого, чтобы за деньги с тобой поговорил. Ну, так, снисходительно, унизительно. Следующий вопрос. Сейчас тоже будет вопрос по фотографии. Да. Я единственное только уточню. Ну, вот, может быть, конкретно так на mm -hmm. это, это уже лично ответить человеку. Или можно все-таки вот уточнить? Ну... Во-первых, вот сейчас я уже читаю. Так, ну давай это я лично отвечу. Угу, давай лично. Хорошо. А, а сейчас, пока, пока не забыл, Александр, который отправил 4000, у вас там еще в письме про Марка Аврелия. Напишите нам, пожалуйста, на почту для обратной связи. Лично с вами свяжемся по вашему вопросу. Так, фотографии на оценку переслал, отправил. Очень хорошее сочетание. Вместе на полке стоит возвращение в Брайтсхед, и первое научное, и Арман Дайо, Наполеон с моим предисловием. И даже танго есть. Ну ты просто вообще. И э, книга Тита мир итальянского операции. Ти Тита Гобби это великий итальянский баритон, и баритон, и режиссер, и учитель педагог вокала Марина Светаева Лермонтов все и мои закладки в книжке вот полка практически идеальная вот прямо идеальная полка да умничка просто умничка так в чем вопрос Никита отправил 20 тысяч рублей ну no. добрый dans... вечер Евгений yeah. Николаевич yeah. мою оценку вы уже делали сказали снять сережку и одеться более спокойно Стережку снял, надел сорочку, читаю танго в одиночестве. Как и на прошлых трех эфирах, мое скромное пожертвование прошу внести в фонд в вашего традиционного апрельского путешествия. От всего сердца, разума и души желаю вам триумфальных аншлагов. От всего затяжных... сердца, разума и души, извини, прибью, от всего сердца, разума и души, если научно, это все одно и то же, от головной мозг, оттуда это все. Ну а так вообще литературно правильно, да, спасибо, так слушаю. и слушаю. Из затяжных аплодисментов на будущих европейских концертах. Да, ну даже не затяжных, сожалению... а долгих тогда уже, да. Во мне редактор прямо работает. Так. К сожалению, сам я не смогу на них побывать из-за недостатка финансов. Сколько я не считал. Ну или ты... Но я не... на гусеницах просто, мы до них дойдем. При мне бы уже давно там были. Так, да. Но я не позволю себе не купить билет. Его стоимость я включаю в сумму этого небольшого доната. Так. Речь о билете. Так на концерт в любимой Флоренции. Пожалуйста, вручите мой билет тому или той, кого вы цените. Мой пиетет к вам абсолютно объективен. Чем больше книг я читаю, чем больше фильмов я смотрю, чем больше вижу, слышу, мыслю, прикасаюсь и просто чувствую, тем больше нуждаюсь в одном — в искреннем, нежном и всеобъемлющем счастье для вас. Ведь все однажды перемелятся, исчезнут этносы, страны, эпохи, а вы, ваша чудесная улыбка, легкость и грация жеста, точность слова и острота мысли будут всегда. Они уже в самом сердце Вселенной, в нежной гармонии с музыкой Баха, полотнами Давида, пьесами Шекспира они и все-все-все, что хоть единым микроном с вами связано, синтез и фокус всей истории. Они пламя надежды и родник бессмертного восторга и смысла. И пусть вся шваль подохнет в жалком визге. Купайтесь в красоте, как в ней купался Жан Кокто. Вот все, чего желаю я от жизни. Вот все, в чем Немало. созерцаю я добро, с невыразимой любовью, трепетом и благодарностью за все то чудесное и красивое, что вы для меня сделали. Студент Никита из Саратова. Вы вот понимаете, когда говорят что-то плохое о России, почему я сопротивляюсь и все-таки отстаиваю, что есть в России прекрасные, изумительные люди. И везде есть, по всей стране. И так скажут, так почувствуют, что нигде так не скажут и не почувствуют. И, конечно, это неправильно, что нигде. А вот у нас нет. Но, наверное, с такой э, действительно глубиной и болью и восторгом, ну нет, наверное, потому что так а, так не страдают, э, так не страдают, как у нас, и поэтому так и не любят, как у нас. Есть в этом логика, есть даже, даже материалистически научно есть в этом логика. И посмотрите, ну просто простой студент из Саратова написал э, такое чудо, что лучшие литераторы мира бы э, позавидовали такому тексту и такой эмоции, такой живой искренней эмоции. Что еще так состряпать текст, опытный, рафинированный можно, но вот с такой искренней эмоцией и сделан, конечно, это очень хорошая идея с подарком билета, и я думаю, что я знаю, кто может поехать и в Европе, и там, кто очень много в интернете замечательного писал и заслужил. И я сделаю так, чтобы билет был вот этот вот бесплатный. Твой подарок для. Да, это я так сделаю. Это первое. Второе, да, уже внешне улучшил умничка, молодец, и продолжай, и раз какое-то время просто. Просто ладно, там да эти донаты, тебе уже все. Ты просто напиши, как ты как продвигаешься, нормально развиваешься, очень береги себя. Ну вот, все, что на полке, как оно выстроено, это прямо идеально, это лучшее и точнейшее, Потому что, конечно, Лермонтов Цветаева, и вот танк в одиночестве. Ну и как ни странно, конечно, немножко выбивается, но совершенно не выбивается, от того же. А уровни, высоты, да, это, конечно, вершина оперного итальянского пения. Тегоби я люблю из детства, потому что он входит в нашу жизнь, так сказать, ну, в образованных приличных людей, в хорошие семьи, не только как оперный певец, но и как оперный певец, такой просветитель в фильмах, потому что был фильм «Любимые Арии», и он пел, скажите, девушки, и слушал его... В этом фильме он прямо вот так пел. Джинни Лола Бриджида молодая. Это я знаю вот с детства, помню. Хотя это еще фильм наших дедушек и бабушек и так далее. Это все очень важно, чтобы были их приличные семьи. Поэтому Гобби это больше, чем баритон. Как и Марио Лансу больше, чем тенор. Вот. Так что здесь очень все красиво и достойно, и замечательно. Я... Искренне сердечно посылаю объятия и пиши как ты. Билет я знаю кому, знаю, кому подарить. И вот эта полка прямо от нее все выстраивай вот от этой высоты, глубины и очень себя береги. Вот так. А почему я в России, почему я очень ценю хороших русских людей? Потому что вот они есть такие удивительные. Ну кто такой может написать, сделать? Удивительные люди. О, сколько я путешествую, я знаю людей по миру. Я знаю, почему я э, вот, люблю тех, о ком сказал. Дальше. Прежде чем перейдем к следующему вопросу, озвучу о подписках. Угу. Александр К. стал нашим новым посвященным. И кроме еще... Один ваш слушатель, он на иврите написал, как его зовут. Мне переводчик показал Даниэль Стрибак или Стрибак, правда, честно, не знаю, как ставить ударение. И сообщили, что он подарил пять спонсорских подписок. Так что вам большое спасибо, вы молодцы. Спасибо. А кому подарил? Пусть напишет по-русски, что же. Мы так быстрее поймем. Мы, этих ваших случайным зрителям книг... <laughs> 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 Хорошо Здесь можно, это как Вот сейчас написали, прояснили Случайным зрителям можно дарить подписки а, я, я не совсем запомни, просто зам, сам чем, понимаю, главное, как работает может Но дарить, вот да. Оказывается, у нас так можно да. Отправляю фотографии на оценку Так Да, ну вот, наверное, тоже где-то хорош, хороший, очень интеллигентный скрипка, но тоже, может быть, я не знаю, в каком провинциальном городе. Так, ну что же, да, слушаю вопрос. Денис Т. отправил 4000. Угу. Здравствуйте, Евгений. Присылаю на анализ фотографии своего друга. Он музыкант, ценит эстетику и ваш большой поклонник. От себя желаю приятного вечера и веселого настроения. Угу. Спасибо. По-моему, хороший, очень положительный, вдумчивый парень, И вот со скрипкой, значит, наверное, скрипач. Вот, возможно, так сказать, не из центрального города, ну или я не знаю как. Я бы сразу посоветовал, несмотря на скрипку, все равно, ну, покороче, волосики, она романтическая, конечно, прическа, но это не обязательно такую иметь галстук можно то тоже вот так слегка потоньше и меньше рисунка и заколку либо если жилетка тоже заколка не нужна вот как-то немножко он так в восемьдесят пятом году и но так все вдумчивый хороший надо все что хорошее рафинировать и утончать то есть одет хорошо Хорошо, но нюансы по галстуку просто нюансы, да. Прическа хорошая, но вот может быть подумать над этим, да. Вот я бы так сказал. Ну а если он скрип, скрипач, то может было прислать не только фотографию, а э, как он скри скрипализирует, так сказать, э, ну, не в том смысле, как можно подумать, а как он играет на скрипке. А то такой термин, сейчас уже можно понять в другом контексте. Так что вот э, ему самые хорошие мои пожелания. И удачи дальше, а, Евгений. Сегодня донаты пожелания и фото на оценку это самые популярные жанры, да. поэтому вот еще фотографии на оценку. Подожди, пожалуйста, Их да. действительно а это очень вот много смотри. сегодня, дорогие мои друзья. Это очень правильно, потому что, ну, если честно, ну, важные, актуальные вопросы, такие серьезные, да, я бы сам знал, как озвучить и задать, и вам ответить. А вот, поэтому можете просто прислать донаты, а я сам расскажу что-нибудь. А что касается фотографии на оценку, видите, иногда вот это больше вам конкретно поможет, чем ответ про какие-то глобальные исторические вопросы или политические, которые я уже озвучил, либо озвучу сам. А самое главное, помочь вам. Так. Ну... Да, только почему еще в носках почему нужно было э, фотографироваться в пиджаке и в носках. Если в пиджаке, то в ботинках или там в чем в туфлях. А, или тогда, если в носках, то я не знаю, зачем пиджак. Тут тоже момент. провинции или не провинции, надо понять. Так, в чем вопрос? Андрей отправил 4000 рублей. Да. Добрый вечер, Евгений Николаевич два года назад прочел вашу монографию, что в одночасье изменило мою жизнь. С тех пор я не пропускаю ни одного ролика на канале Здравого Смысла. Я начал увлекаться оперой, живописью, историей но мое окружение приняло в штыки мои новые увлечения, особенно моя тогдашняя девушка. Она отказывалась посещать со мной культурные мероприятия и вскоре настолько наскучила мне своей примитивностью, что мы расстались. С тех пор я практически не общаюсь с девушками. Их глупость и примитивные увлечения отталкивают меня. Порой чувствую себя очень одиноко. От того, что мне не с кем разделить наслаждение возвышенным. Дайте совет. Что мне делать с моим одиночеством? Понятно. Так, все, да? Да. Но прежде всего, вне меня, потому что я в данном случае просто ретранслирую точку зрения науки, мы с женщинами пошли эволюционно по разным дорогам, в смысле развития головного мозга. А человек это его головной мозг. И все. Соответственно, нам действительно в основном с женщинами говорить не о чем, и многие из них бесятся, когда какой то к ним предъявляет более высокую э, требовательность. А, вот. Есть исключения, тут сейчас будет орать, ой, вот исключение, я же исключение подтверждает правила. И, конечно, ей это хотелось с вами потискаться, потрахаться, и, возможно, чего-то, какую-нибудь там раньше шубу, сейчас какой-нибудь айфон, а вы ее заставляете э, напрячь мозг. Это очень тяжело для всех и для многих, и мужиков, а тем более девка. Дальше. Ты недавно стал увлекаться оп оперой, живописью и прочим, недавно. Времени прошло мало, и ты еще мало изучил. Поэтому одиночество быть не может, ты должен все время тратить, изучая, и тогда тебе не будет одиноко. Потому что у тебя еще не паханое поле. На самом деле это видно. И вот обрати внимание на, собственно, даже на себя в носках. Но ну, кто вот так ходит в носках? Если пиджак, то все-таки туфли, да? Ты когда-нибудь видел у меня такие фотографии? Не видел? Или вот так вот не до шарфик? Я никогда не понимал, когда хипстерские или как-то я не знаю наматывают я не знаю, даже кусок чего-то, это тоненький кусочек чего-то, вот так обматывая вокруг шеи, сюда, он ничего не греет, он эстетически ничего не работает, это не кашны, непонятно что, это хипстерство. Ещё надо выбросить, либо вообще не носить, либо найти нормальный шарфик, там какой-то летний, демисезонный, я не знаю. Это очень важно, потому что э, иначе если ты сам выглядишь как, так сказать, сельский и непонятно как, тогда причем здесь опера? Опера – это нечто превосходное. А тебе еще нужно дойти просто до нормального уровня. У тебя еще пока нет вот именно с точки зрения себя нормального уровня по одежде, по там разным вещам и так далее. Но это придется одновременно делать и сразу и оперу слушать, и дорастать. Но плохо, что ты ничему не учишься внешне как и тот, который сегодня замечательный вот химии сам занимался, и идиотски выставляет руку там, как он держит какое-то здание и прочее, как будто он э, бытлый какой-нибудь азиатик, приехал в Париж, там миллиарды и смотрит, показывает также вот, 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 пирамидку. Э, то есть у меня всегда один вопрос, неужели вы мои поклонники? Ну неужели вы мои поклонники? Вы же понимаете, что я такого сделать не могу? И по крайней мере вы точно за ну, 25 лет фотографии моих такого не видели. Следовательно, значит, надо задуматься, у вас же какой-то мозг есть, хоть какой-то, хоть какой-то задуматься, почему я так не делаю, либо что-то делаю иначе. Меня бесит, когда искренне люди называются моими поклонниками или искренне смотрят. Искренне смотрят, и я внешне смотрю, думаю, а что здесь от моего поклонника? Ну, ничего. Прическа, внешность, мимика, ну, ничего. Ничего. Так это самое главное. Это не то, что вы там послушали Евгения Онегина. Это можете не слушать Чайковского Евгения Онегина. Можете и силу судьбы Верди не слушать. Вы начните просто, чтобы это было, чтобы прилично выглядело. Вот. Следующее. Тоже, что меня бесит. Сегодня там спрашивали политический вопрос, который вы можете найти ответ. Я отвечаю одинаково в течение 16 лет. 16. И вы можете найти этот ответ два слова набрать в интернете несколько секунд, и вы получите ответ. Ты спросил, что делать с одиночеством? В одино, одиночество а, вследствие того, что ты стал как человек развиваться, читать книги и слушать музыку, а твое быдло окружение осталось э, на уровне животных. Я на эту тему отвечаю лет 20 пишу лет 20, посты, книги и прочее. И конкретно в рамках стрима, в рамках жанра стрима, отвечал на этот вопрос раз 50 в разных формах. И разные люди, поклонники, потом, как я замечал, нарезали из стримов эти ответы минимум 6-7 раз ролики от 5 до 25 минут конкретного подробного ответа на дословно этот вопрос, дословно в связи с этой ситуацией. У меня вопрос. Кем надо быть и что у тебя с мозгом, чтобы это просто, если не заметить самостоятельно, то когда ты задавался этим вопросом, посмотреть это в интернете, нет ли уже моего конкретного ответа. Иначе, если я сейчас тебе отвечу на это, Завтра ты спросишь, а как помыть руки, а, значит, и так далее. А, и будешь так спрашивать конкретно все, что я миллион раз ответил, э, тоже без мыслей, без думания, без анализа, без попытки найти мой ответ и так далее. Это не жизнь, это маразм. Э, вот. Поэтому ты бы подумал, какой нибудь другой вопрос мне задать, который я не отвечал. Хотя я уже все ответил, но нет, не все. Можно найти такой, не специально, не какой-то там безумный, а можно, но просто как-то чуть-чуть подумать. Надо, чтобы хотя бы одна извилина была как-то. Это у меня очень большая претензия к моим поклонникам. Вы очень много пропускаете из того, что я уже сказал. И внешне часто выглядите неподобающе искренне, совершенно искренне, считая не мне то, что пишете, а искренне и сами, что вы мои прям поклонники настоящие. Но, при фото, я думаю, где это, где поклонник. Иногда подписываются в соцсетях, смотрю, значит, вот потлатые досюда волосы грязные, в, нак... в дебильных наколках, пирсинг убогий, весь грязный, вроде при этом добрые глаза, пишет поклонник. Я верю, да, и он считает поклонником. Но что должно быть, какой паралич мозга, чтобы понять, что это маргинальное уродство, это абсолютно противоречит всем моим принципам жизни, эстетики, знаниям, всем, так сказать, того, что я советую, как правильно жить, понимать мир и так далее, всему. Это как сегодня одна из подписчиц вот здесь задала вопрос и говорила, как она обожает античную эстетику античности и викторианской Англии. А это вещи несовместимые никак, особенно в интерьере. В викторианской Англии это перегруженный монструозный мусор, очень эстетский, красивый, богатый. И античность – это лаконизм, это классицизм, это четкие формы, геометрия, и ничего лишнего, и так далее, и так далее. То есть полное непонимание. Вот она себя разоблачила, что эта женщина, она мимикрирует, я ей нравлюсь, она мимикрирует, но она ничего не понимает. Она ничего не понимает, что я говорю. И она не глубоко понимает искусство, стили и так далее. Нет принципов, нет вкуса. Я ничего, она хорошая, может быть, и спасибо, и задала. Я уже не помню, там, какой был вопрос, но я запомнил, что это принципиально, это анализ. Вот как в лаборатории врачебной, да, вот о, у вас столько это, столько это все. Это не обмануть, что называется. Вот вы сдали анализ. Если вам нравится одновременно антич интерьер с классицизмом и интерьер с викторианством, это вещи несовместимые. Допустим, если вам нравится Ампир и Бедермейер, бедермайер это вещи совместимые. Они близки, они вырастают одно из другого. Бидермайер это такой домашний, успокоенный тот же самый классицизм вампир и так далее, это логично. А вот эти вещи несовместимы. Ну, да, совместите, допустим, рококо и готику. Пишу мне, я люблю рококо и готику. Очень интересно. Ну, давайте, значит, там, свинину положите в мороженое. Очень будет вкусно. Понимаете, это, это выдает. Выдает вас. Так, вот я сказал, посоветовал, повторяю, ты хороший, ты молодец, тем более одиночный, но не чувствуй одинокий, как с тобой все эти великие писатели, художники, я с тобой, все мои ролики, тебе жизни не хватит, все изучить, пересмотреть, какое одиночество. А если же уже потискать, ну, много чего можно потискать в комнате. Вот. Но так найдешь постепенно, чтобы ты сам был интересен тоже и так далее. Это не обижайся. всех прошу, не обижайтесь. То есть я должен говорить честно, и дельно, чтобы вам это было полезно. Иначе вам это будет бессмысленно и не полезно. Я смогу обмануть, я могу про формы ответить. Ну, ой, ну это то-то, то-то. Это все будет ложь. И бессмыслица. Так что вот эм, пересмотри ответы мои на твой вопрос. А, и там через пару месяцев напиши с новой фотографией, чтобы не было так в носках, напиши, что ты понял. И, конечно, самое главное, чтобы ты из-за вот этой липовой, липового неправильного понимания одиночества, счастья, да, не вернулся и не снизил планку, не вернулся в общение с быдлом, пустотой. Что да, себя погубишь? Будешь вечно балансировать и вечно себя мучить, потому что тебе хочется общаться, но ты будешь мучиться, что они примитивны. Это будет еще потом невроз и психоз. Зачем это нужно? С грязью. Вот так, дальше. Следующий вопрос. Сейчас вообще полтретьего ночи, между прочим. Я, конечно, спокойно, но полтретьего ночи. Так, слушаю. Да. Адепт отправил 5000 рублей. Угу. Евгений, пожалуйста, скажите чем наказаны авансом разнообразные скоты, подлецы, совки. Ужасно мучительно ждать возмездия именно в юридическом поле, материальном. Ничего не понял. Чем наказан, чем наказать или что там? Чем уже они авансом наказаны? А, ну если он так, как бы общеисторически, ну, совки и прочее, они наказаны тем, что они совки, они живут в дерьме, они живут агрессивно, озлобленно. Внутренняя агрессия, которая их сжигает, она вырывается вовне, в семью, в политику и прочее. То есть они не живут, они существуют. Они существуют разрушением, они существуют гадостностью и прочее, прочее. Так что они уже мучаются. Это они не авансом наказаны, это они изначально наказаны. Собственно, почему все проблемы, почему они совки? Они злобные, ущербные. Это тоже условно, ну, быдло, скажу так. Не обязательно там кто-то совки, мы вообще в разных странах, между прочим. быдло, ущербное, озлобленное. Почему агрессия и злость? Потому что, прежде всего, это на себя направлено. Человек сам закомплексованный. Почему запрещают свободную любовь? Потому что человек сам всего хочет но он закомплексованный зажатый и ему легче запретить всем чем а, признаться открыться самому вот все это так работает система да? а, и от этого выстраивайте все остальное а если человек не может зарабатывать жить нормально а, и путешествовать по миру он будет всем запрещать он устроит такой, чтобы никто не путешествовал по миру, уже все мучались и прочее. Но он сам уже мучается, он сам, так сказать, загнан в этот чулан убожества и ненависти ко всем, и что вокруг все такие, все враги, и прочее. Так что они в разном, так сказать, в разный у них социальный статус, но любые. Быдляки, которые гадят приличным людям, они уже наказаны. А юридически это их настигнет, к сожалению, не сразу, потому что огромные ресурсы, но это их точно настигнет, ждав себя было в мировой истории. Мировую историю можно оттягивать, можно, так сказать, замедлять, можно, ну, как-то, как сказать, что-то взаимодействовать с интенсивностью, но итогово, Ничего вы не сделаете, вы не сможете обмануть ее, потому что вы а, обязательно будете скатываться по той программе, которая у вас внутри. Внутри хороших людей, внутри плохих, плохих людей, внутри созидающих, внутри агрессирующих. А, в каждом человеке есть программа. Он не, это все детерминировано, он не может ее переплюнуть, выйти из нее. Хороший человек не может стать плохим. Ну, какой там. Если даже вдруг что-то случилось, поступок совершил плохой. Он извинился, попереживал, загладил и что угодно, да? Но бывает, если кто-то стал плохим, а вроде, вроде как был хорош, значит он вроде был хорошим, но был с гнильцой, и в одном стал плохим, но родился он плохим уже. Все детерминировано. Я не верю в какие-то серьезные изменения. Все детерминировано. Так что они детерминированы уже, наказаны, они внутри и гложат. Почему бешенство против свободных людей, против тех, кто поддерживает Конституцию и так далее? Они дышать не могут на свободу. Они ненавидят свободу, они а видят, ну как это вообще, чего же, он так? что же они такие счастливые, самостоятельные, самостоятельные. Вот мы тут все ходим, строим коллективом и унижаемся перед начальством, унижаемся. Они уже они унижаются перед начальством и прочее, они все думают, что можно сказать, что можно сделать, что можно поцеловать там и так далее. Это не жизнь, это дерьмо собачье. Поэтому они уже наказаны. Но, конечно, надо замечать, и как зовут, и все, и вовремя, когда будет время, все все должно получить, и юридически тоже. Вот, а так я... Слушай, ну сколько я... Это как бы не совсем в тему, в тему но в тему именно с, так сказать, направления геометрии инженерного свойства. Сколько лет я боролся, и в том числе юридически, с расчленителем Соколовым, да? Это было очень сложно, потому что вся система против человека вся. И было туда-сюда и так, и так, и так далее. И все, ой, уже враги радовались, уже враги, радовались". ничего подобного, все равно в итоге, все равно в итоге борьбы с ним переиграл, переменили, переломал и прочее. И так будет в очень многих вопросах. В очень вопро в многих вопросах моей жизни, вашей жизни. Страны и вообще в целом Европы и мира. Это будет туда-сюда, но по итогам они получат. Они, конечно, людей приличных помучают, но они точно свое получат. Уже при этом от злости и мучаясь. И они, кстати, в итоге проигрывают, имея все ресурсы огромные, потому что они очень злые. Когда человек злой, он делает не только мелкие технические ошибки, а он делает глобальные ошибки. Понимаете? Вот. Так что. Но основная проблема, что их просто больше. Если бы соревнование шло между плохими и хорошими, хорошие победили бы быстро. Если бы было условно там, 20 хороших, 20 плохих. Хорошие победили 100%, потому что они талантливее, они лучше между собой в том числе и организуются и так далее. А проблема в том, что хороших 20, а плохих 20 тысяч. Поэтому даже не, не ну, это, дай дары, чтобы все хорошие выжили. Но победа уже она есть априори, потому что они, эти люди приличные, они свободные, они созидают, а те просто говно. И они бесятся, понимаете, плохие люди, они бесятся от того, что они прекрасно понимают, что они говно. Они сами понимают, и они понимают, что все понимают, что они говно. И сейчас вот такой бунт говна. Потому что вырвалось, значит, на, ву, на волю, так сказать, полную говно. И говорит, ну сейчас мы всем, кто хорошо жил, кто свободно, мы сейчас всех вообще к сапогу. И ничего не, все не получается. И не получится. И не получится. Вот так. Следующий вопрос. Евгений сейчас еще немного по техническому написал. Mm -hmm. Ну, длинный все-таки стрим, поэтому mm -hmm. всякое бывает. Вот если убрать полностью все, что он сам будет там писать, свои оценки, а вопрос ко мне, пожалуйста, можно все, что угодно задать, да. Uh -huh. uh, просто, то есть uh, можно, да? Да. Yeah. Можем. Uh, хорошо. Листос отправил 10 тысяч рублей. Здравствуйте, Евгений Николаевич. Спасибо огромное вам за вашу деятельность. Оцените, пожалуйста, Юрия Дудя как, журнали... как журналиста и как личность. Да, пол третьего ночи, конечно, я уже, э, сказать, здесь не только нужен интеллект, но еще силы, чтобы трепыхать языком, чтобы что-то говорить, но я оценю, конечно. Видите ли, особенно в нынешнем контексте, э, все, кто ну, пытается делать что-то самостоятельно и не быть, не быть в коллективе, в толпе, в пропаганде, это уже можно оценивать как бы положительно. Другое дело, что. Я не считаю, что он там как-то особо талантлив. У него очень много банального, однообразного, и очевидно, что серьезных талантливых гостей он побаивается, потому что ему так или иначе хочется выглядеть относительно умным там и так далее и так далее. Иногда мне пришло это присылать. Я, не, к сожалению, не, не к сожалению, просто так вышло. Я, у меня нет времени, просто я ни одного его ролика, интервью не слышал полностью. Максимум 5-15, максимум где-то минут. Вот, очень мало, но это достаточно все-таки понять и стиль, как он задает, и мимику. Все это видно, это быстро, это достаточно быстро. Но так или иначе, Иногда каких-то присылают странные гости, которые вообще ну, какие-то маргинальные, их бессмысленно было приглашать и о чем с ними говорить. Может, просто безвыходность, я не знаю. Короче говоря, в нашем контексте уже хорошо, что кто-то что-то пытается делать самостоятельно. В целом, учитывая, что, насколько я понимаю, у него большая аудитория, я не считаю, что это адекватно потому что это скучно и банально но вот как раз большая аудитория. чем больше аудитория тем очевидно это предмет примитивнее который интересуется да вот. так что может быть когда пройдут плохие времена я скажу как то более ну не то что жестко ну где то более так рельефно выскажусь но в целом в целом ну почему бы нет Почему бы нет? Пусть будет. Ну, вот так вот. Можно было бы сказать, что большая аудитория... Лучше бы, чтобы люди слушали что-то более интересное, и масса выставлена на видео, да и спектакли, и научно-публицисты, там очень популярные передачи, и естественные, научные, старые, новые и прочее. Я не вижу причин, как бы, почему так много смотрят, но ну, хорошо, что это, а не, допустим, совсем какую-то гадость или пропаганду, уж как бы хорошо. Ну, конечно, когда сливается весь и офисный планктон, и диванная армия, и просто бездельники, и псевдоинтеллигенты и так далее, тогда можно, конечно, так набрать Приглашая разных хануриков. И интересных иногда, и иногда просто не знаю. Очень честно, очень сложно говорить, когда не знаешь ни о чем говорить. Просто, да. Как бы пусть будет, ну, хорошо, что он не из тех, а как бы и самостоятельно что-то делает. Вот самое важное: по нашим временам уже хорошо, уже счастье. Так, вот дальше: Евгений, фотографии на оценку. Эдуард участник. Участник чего? Не люблю, когда люди ходят с бэджиками. Это так всегда принижает. Ну, не всегда, но так в целом, в целом приятный. Да. Так, в чем вопрос? Эдуард отправил 5555 рублей. Доброй ночи, Евгений. Эдуард Пятерышник. Вопросов нет. Ведь вы на все уже ответили раз 500. Да. Проанализируйте. Просто зарычу, понимаешь? А то зову а то залаю. Так. Проанализируйте, пожалуйста, меня по фото. И спасибо за стрим. Ну, это все, да? Да, это все. Ну, Во-первых, мне очень нравится, вот это молодец, сказал. По 500 раз сказал, уже невозможно. То есть на самом деле есть вопросы, и, и ну, в мире-то много, много можно спросить, да, но для этого нужен интеллект. А часто пишут вопросы без интеллекта. И гораздо более интеллектуальный, кто просто присылает донат. Ну, как бы я-то лучше знаю, что озвучить. Если вы. Если вы не знаете что-то гиперинтеллектуально, так лучше так. Ну вот, ну что, приятная внешность, симпатичный, рост хороший, взгляд вдумчивый, это хорошо, это хорошо. Немного есть такая, при том, что физиологически все нормально, обычно неуверенность, ну необычно часто неуверенность у тех, кто физиологические проблемы, но есть небольшая внутренняя такая неуверенность в своих поступках, хотя вроде и энергии есть, энергии тоже есть, вот. Эм. Прическа нормальная, единственное, что все-таки не надо так сильно так вривать виски. Э, то есть не совсем здесь, но так на грани, на грани нормального. Но в этом случае, в этой фотографии у него все а, по внешности, по поведению, по мимике, а, все могу оценить положительно. Это не часто. И даже в рамках сегодняшнего стрима это не часто. Очень умно сформулировано, мне это сразу импонирует. Вот а, три нюанса. Первое чувствую внутреннюю какую-то неуверенность. Пусть напишут, правильно я отметил или неправильно. Хотя, может, он сам не замечал, а, что есть. А, ну, вот, то, а может и замечал, не знаю. Пусть напишут Первое. Второе все-таки вот, чтобы виски не отличались от остальной прически по объему. Это важно, это принципиально. И, ну, я не знаю, мероприятие, конечно, и куда-то пройти эти бэджики, но лишний раз, так сказать, не мечтать с ними фотографироваться. Не надо, чтобы на тебе было написано кто-то, чтобы лучше бы все знали кто-то, либо ты сам знал и достаточно. Вот так. А так очень, очень приятный по фотографии очень приятный и умничка, как спросил. Вот, а это пусть ответит интересно. Дальше. Вот такой вот вопрос от Алексея. Он отправил 150 долларов. Здравствуйте, прекраснейший Евгений. Подозреваю, что из талантов у меня только скромность. Постараюсь вот, в таком случае хотя людей, бы. В таком случае постараюсь хотя бы быть кратким. Да, хотя. Здесь надо по-другому театрально, что я понимаю, что из талантов у меня только скромность. В таком случае постараюсь быть кратким. То есть, то есть, надо еще больше гипер-гипер дать такое, знаешь, вот. Ну, не то, что до Витсона, да, актер был Витсон такой замечательный, а так вот совсем как бы опущенный, быть кратким. А можно бороться, не знаю, скромность, поэтому быть кратким. Можно так вот: Богатырский, деревенский, по-разному. Театр предоставляет большие возможности в плане интонации. Интонация делает все. Тогда. У него два вопроса. Если вкратце первый, он спрашивает, были ли, проживали ли вы случаи разбитого сердца mm -hmm. и режиссировали mm -hmm. ли вы маленькую месть? И второй вопрос. Так. Он просит вас Это он из собственного опыта, что он переживает сам и хочет отмстить, я так понимаю, да? Ну, видимо, он так зашифровался. Mm -hmm. А во втором он спрашивает, на данный момент, вот что доставляет наибольшее удовольствие вам в вашей многогранной личности? Черты ли то характера, вид деятельности, размышления на какую-то тему, чувства? Спасибо большое, Алексей. Да. Видите, натура, она неразделима. И разъять музыку как труп не нужно, не надо. Как вы будете разделять таланты Леонардо да Винчи, когда он создает произведение? Там все нужно. И рисунок, и живопись, и инженерное, пространственное, техническое, ну, вообще все, и как договориться с кем, и прочее. Как вы разделите, если... Ну вот выступает Нуриф, там нужна и балет, нужна балетная техника, характер, чтобы взлететь, тем более в больном состоянии преодоление, артистизм, мимика, э костюмы, сам хореограф, все они не разделить его никак. Поэтому если мне что-то в себе нравится, то мне нравится э -э вот все это в комплексе, в гармонии. Почему я так сегодня много уделил внимания, я обычно, вот мимика, вот прическа, вот одежда, там вот ботинки, носки и прочее, да, это все важно. Почему здесь, видите, свет, что в комнате, какие цветы, это, это все важно, это, это не специально и не искусственно, это искусство, но это не искусственно, это органично. И, а есть вещи, я вижу, иногда у кого-то неорганичные, видно. Это первое. По поводу разбитого сердца, вот так, чтобы такой литературной формулировки, ну, понятно, метафора, э, все-таки нет. Потому что даже большое любовное переживание и разные переживания, и разные ситуации, это до разбитого сердца, значит, не доходило. А, и по поводу мести, я так понимаю, что все-таки вы исходите очень из своей ситуации, да? И надо. Вы бы вы конкретно писали бы, допустим, вот кто вам как разбил сердце, может быть, это и даже и не так. Как вы хотите отомстить или нужно ли. То есть вы немножко честнее открываете мне, что вы хотите спросить. А так именно в такой формулировке все-таки нет. Месть, я считаю, что вообще, месть, если кто-то виноват, вот кто-то виноват, надо мстить. Это я сейчас не про разбитое сердце, а вообще про все, что угодно. Ну, я не знаю, что вообще все там, экономическое, самокатчик, ублюдок какой-то, кто-то что-то сделал плохое, знакомое, мелкое, крупное, политическое, историческое, кто-то нарушил права ваши там, все что угодно, надо, месть это широкое понятие, надо по закону, иногда, значит, сам, иногда через кого-то, надо как-то официальным методом, неважно, но отвечать, месть как ответ, как Наказание, если кто-то сделал гадость. Или отбивание. Вот что-то делают. Нужно отбить, отомстить. Я вам то-то то-то сделаю. Ну, так сказать, спокойно, не истерично, умно, достойно в рамках закона и прочее. То есть это важно, иначе мир разрушится. Обязательно надо на что-то плохое реагировать. Вот Геота говорил, что величайший дар возмущаться всем дурным. Возмущаться как? Возмущаться действенно, значит, еще и отомстить. А если совсем литературно, вот какая-то была любовная история, любовная, да, и что-то было, и потом вот разбитое сердце, и что-то такое, как Джулия Ламберт там устраивает, ну, там это все, как бы сцена в театре, ну, так или иначе. Это драматургически возможно, потому что это само по себе драматургически интересно, и это в... человек, это человек играющий. Это всегда драматургия. Поэтому, конечно, вот это вполне тоже возможно. Но здесь давайте конкретику. Без конкретики ответа здесь быть не может. Вот что у вас случилось, вот, и вообще, кому мстить, а может и вам придется. Поэтому э, с, э, с другой стороны. Поэтому здесь надо более конкретно. Вот так вот, да. Дальше. Евгений, фотографии на оценку. Mm -hmm. Да, да. Ну, по-моему, парень простой, но хорошее лицо, хорошие глаза, хорошие. Вот врожденные проблемы не сильно, не сильно стройные ноги, так сказать, это, конечно, надо принимать какие-то позы, чтобы на фото скрывать, но так или иначе, простой, видимо, и, и, и так, но ну, глаза хорошие. И, так, слушай вопрос. Никита отправил четыре с тысячи. Добрый вечер, Евгений Николаевич. Добрый. Хочу поздравить вас с прошедшим днем рождения и пожелать всего самого наилучшего. Не могли бы вы, пожалуйста, дать оценку по двум мягко говоря, неэстетичным моим фотографиям. Да. Большое спасибо и крепких нервов в полночные часы стрима. Да, 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 за полночные. Я думаю, что ты добрый, хороший. И, кстати, больше себя береги и не допускай, к тебе в душу наплюют. Но ты еще, я думаю, доверчивый, глаза хорошие. Вот, и, и искренний, и как бы все понимающий. Значит, не переживай, спокойно развивайся, неважно в каком ситуации, в какой ситуации. Выглядишь ты нормально, вот, и главное, что человек хороший. И а так где-то что-то, где-то заправить рубашку, где-то при фотографии встать в позу, чтобы ноги были так, что непонятно, где-то улыбнуться, где-то и так далее, где-то увереннее немножко, так сказать, сам себя считай красивым и прочее. Вот, главное, что хороший, добрый, мне, мне так кажется, я могу ошибаться, хотя никогда не ошибался, вот. Мне думается, так. Береги себя в душу никого не пускай, и больше себя цени. Больше себя цени, и это будет видно на фотографиях. Видно будет. Вот так. Держись дальше. И еще фотографии uh -huh. на оценку. Uh -huh. Uh -huh. Так. так. Ну так хорошо. В чем вопрос? В чем вопрос? Богдан отправил 4000. Угу. Лучший Евгений. Спасибо. Каждый день, каждый день благодарю Вселенские силы света за то, что явились в наш мир в вашем обличии. Если бы вас не было на самом деле, я бы никогда не поверил в возможность существования человека, способного дать безошибочную оценку положения вещей в каждом своем суждении. Если бы как-то можно было овеществить все количество подаренной вами надежды, например, в виде валюты, это были бы триллионы вот Это триллионы... было бы очень неплохо, если бы мою надежду перевести в валюту, и как-то это тогда было бы очень хорошо. Спасибо вам значит, за. Значит, от вас зависит. Вот вы, значит, становитесь, зарабатывайте и переводите надежду в валюту. Да. Вижу своей ролью способствовать реализации ваших взглядов, отстаиванию позиций и смыслов. Mm -hmm. Mm -hmm. Слегка обо мне. Yeah. Богдан, 28 лет, закончил МГИМО, не смог работать в офисной дегенерации. Через полгода уволился. Думал пойти на госслужбу. В связи с чем ушел, э, сро, э, ушел он срочником, но в итоге. Э, а, или он хотел? Не понимаю. Хво, хотел, но отказался. Так. В итоге, как итог, обучился айтишным делам и преуспел в этом. Так. Неплохо устроился в работе на банке, но параллельно начинает развивать свое дело в сфере ИС, ИИ искусственного интеллекта, зная, да, зная ваших... На Как вы сказали, на банке? В, бан... в банке. В банке. Угу. Там, ну, там некорректно по тексту, мимо да. опечатка: зная ваше предостережение об опасности этой штуки, поэтому решил стать тем, кто сможет контролировать его развитие, в угу. смысле, вот искусственного баланчика да. Имею проблемы с настроением, затухающим внутренним состоянием. Да. Ощущаю в себе способности ощущаю в себе способности к деяниям, но зачастую действую не в попад, не чувствую людей не всегда, но слишком часто, чтобы от этого... Не всегда, но достаточно часто, чтобы от этого страдать. Не могу избавиться от ощущения, что мои мозги порой работают против меня самого. Так. Никогда не мог подлизываться и говорить не то, что думаю. Ну, это у нас... Это прям не жизнеспособно. Это очень тяжело, чтобы не под, еще и не подлизываться. И говорить, что ты думаешь, хочешь, да, так, так, не трус, хотя зачастую испытываю страх, который ввергает меня едва не в паралич. Прожил немало, но будто жить еще не начал. Uh -huh, uh -huh. Прошу вашего комментария и прилагаю uh -huh. фотографии. Да. Но ну, прежде всего ты хороший, думающий, добрый, молодец. Это прямо положительно. С другой стороны... Видишь ли, да, кстати, там что там контролировать, как ты пишешь, контролировать <laughs> искусственный интеллект, э, ты не, не сможешь никак. Это иллюзия, ты какой-то свой определенный кластер временно, то есть только свое направление, только временно, и это иллюзия. Это зверь, который давно вышел из-под контроля олухов, жадных, примитивных, дебильных олухов. И этот зверь и сам развивается, и олухи не могут остановиться, потому что жадность, амбиции и глупость. Но ты, конечно, пока ты можешь, вот на своем участке, так сказать, на своем кластере, как угодно, держи, контролируй, но это все мимо. Дальше. У тебя, ты, так сказать, ну, это такое нервическое затухание туда-сюда, это врожденные проблемы, и, возможно, еще родители что-нибудь добавили, неправильно следили, неправильно, неправильно, неправильно атмосферу устроили в детстве. Вот, плюс тебе, конечно, при твоей конституции надо следить внимательно нервно и по так сказать, внешности по даже не по еде, а больше нервно. Вот нельзя допускать проблем нервных, потому что это будет влиять на твою внешность, а у тебя, как сегодня уже у одного я говорил, такая толстая кость, это будет влиять, это нехорошо значит, все техничнее, разумнее, спокойнее, ко всему относись спокойнее. И, знаешь как, ты не уверен, если не уверен, не делай, если не уверен, не общайся, но пусть это не будет проблемой и болезнью, то есть пусть это, ты не бойся, пусть это не будет страхом у тебя, что ты ошибешься, но просто лишний раз что-то там, лишний раз что-то не сделай. И, Плюс, ну посмотри, ты видишь, как если я так проницателен, и как я все говорю, ну это ну посмотри, и старайся моими глазами смотреть, вот что бы я сказал про там кого-то или что-то. Вот. Это, конечно, невероятно сложно, другой космос, другие мозги, но и тут же все примитивно. Примитивно. И в принципе на примитивном уровне можно через, через подумание о том, что, я, что бы я сказал. Понимаешь? Это же не что там невероятное, сложное, а вот на примитивном уровне можно. Так что вот такой совет: а, Ну и я не знаю, может быть, ты из обеспеченной семьи, но может быть не очень не очень московской, может быть, провинциальной, может быть, как я не знаю, вот это бы надо бы чуть-чуть под, по, по, подубрать. Может быть, как-то это связано с культурой, тебе нужно много и долго читать. И да, много и долго, много читать, смотреть, и все, я упоминал. Ну, вот, и... Это тоже путь, это не сразу. Надо рафинироваться, тем более, что ты в очень плохом, в очень плохой среде, айтишники, это по, как правило, полностью лишенные культуры приматы, это сложно. Значит, надо максимально, максимально против этого читать, смотреть и так далее. Вот, вот такие советы. А так очень доброе письмо, замечательное. Вот, держаться, главное, такую сохранять четкость зрения на все. Вот я не про, про, про физическое зрение, а вот четкость понимания. Ты же правильно сформулировал, как я все вижу, да? Вот ты так же, это можно. На примитивном уровне тебе ты сможешь точно. Вот постарайся, подумай. Как бы наведи через меня эту вот так вот линзу, посмотри. Ну и потом через какое время напиши, как продвигается дальше. Александр отправил 50 евро. Угу. Уважаемый и мудрый Евгений, да. поделитесь, пожалуйста, вашим мнением о криптовалюточниках и прочих служителях золотого тельца в области интернета. Угу. Стоит ли заниматься профессионально трейдингом, Телеграм Смм и прочими Во, IT темами? Ну, понятно смотрите в человеке заложено стремление к обогащению и золотой телец это метафора очень очень древняя очень вошедшая из мифологии в литературу и в литературщину и так далее не неспроста вы же сейчас используете термин не крипчиков да, а золотой телец это уже уже тысячелетия. И даже в Арии да, тот кумир телец золотой. И просто в разные эпохи, разные технические новшества, изобретения, неважно что, по-разному люди зарабатывают. Начну зарабатывать так, зарабатывать так. Я это не очень люблю, я люблю все настоящее. То, что можно посмотреть, потрогать, тем более с эстетикой, и что там можно не перекрыть, не как-то это самое. А вот реально, вот оно есть и есть. Да? Но так или иначе, видите ли, это важно, кто. Если человек из дурной семьи, у него нет другого выхода, и у него есть какие-то мозги, он пытается как-то заработать. Я это могу принять, оправдать, да? То есть, чтобы выбраться из безвыходной ситуации, из нищеты, из провинции и так далее. Мне понять. А если же этим занимается кто-то из хорошей семьи, из обеспеченной, и вот он не нашел ничего более эстетского и приятного, мне это непонятно, совершенно непонятно. Да? Так что, как момент какой-то при ситуации, когда поднимаются тоталитарные режимы, как момент какой-то, так сказать, инструмента свободы тоже возможно, но это палка о двух концах, потому что этим могут воспользоваться и очень плохие люди. И совершенно плохие организации и прочее. Да и потом и сами тоталитарные могут научиться. А, вот. А, потому что гопникам, которые не могут никак заработать, им тоже вполне могут предложить деньги тоталитарные режимы, и они могут на них работать и войти как угодно. В этом тоже огромная проблема. Так что, смотря кто и как использует, это не что, это всего лишь инструмент. Инструмент. Важно, кто и как, для чего что он на это сделает хорошего или не сделает. Вот так. То есть это всего, это как телевидение, плохо, неплохо. Это телевидение, если показывает что-то талантливое, красивое, хорошо. Если пропаганду и дичь, плохо, как интернет и прочее. Если это для чего-то такого, ну, использовали хорошо. Если в никуда или для плохого, значит плохо. Вот так. Дальше. Владислав отправил 70 канадских долларов. Здравствуйте, Евгений. Меня зовут Владислав, я художник-скульптор, сейчас живу в Нью-Йорке и делаю арт-объекты для нескольких крупных галерей. Помимо увлечения скульптурой и живописью, я очень люблю писать рассказы, подражая таким авторам, как Николай Гоголь и Михаил Булгаков. Это очень У второго... легко, подражая Гоголю. Особенно... Подражая Гоголю, да, нормально. Так. У второго особенно нравится повесть «Собачье сердце». Да. Имею, вдох... Вдохновение написать полноценное переосмысление. не имела мужа, а он имеет вдохновение. Только если бы место действия происходило в Нью-Йорке. Да. И есть мысль заменить собаку на... А что у нас, смысле, у, на... у вас со стилистикой и грамотностью, мне интересно. И есть мысль заменить собаку на обезьяну. Я опущу все детали. Но мне, удало, но мне удалось найти форму, при которой не нужно полноценно превращать ее в человека, дабы меня тут не забили камнями леваки. Да. Но основной посыл при этом сохранится. Да вы можете просто Вопрос. так показать собачье сердце, и э, дикари в Америке везде себя сразу узнают без всяких ваших переделок. Вопрос. Почему Булгаков выбрал именно собаку? Может быть, есть нюанс, которого я не вижу. Да. Видите, я не знаю, почему Сеня сбрил усы, да, как в фильме Бриллиант в рукаве, как там. Вот. Но подобные опыты с собаками, вообще любые опыты с собаками, они были очень популярны. Их Павлов проводил, академик Павлов, поэтому здесь как бы диктуются новостями, диктуются контекстом. Вот. И замечательно подходит имя Шариков, Шарик, да, то есть все это вместе и бегать за кошками. То есть много из этого сразу вырастает. Сразу, понимаете ли, образ, сразу э, аллюзии, говорящие фамилии. Можно было бы там обезьянки, но это, но это вот все-таки не, 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 не до той остроты. Так что посмотрите, может быть, в литературоведении там у Мариеты Чудакова еще у кого-то есть эти уточнения. Мне это не очень интересно. Ну вот, просто талантливо, что вот не, не получилось из животного сделать человека, это очевидно. И мы наблюдаем весь 20-21 век, что ничего не получается сделать из дикаря или из животного человека. Так что а почему собака? Вот вы выясните литературу почитайте первые источники, изучите и мне доложите. Хоть что-нибудь сами сделайте. Потому что э, вам надо больше не писать, а сначала больше читать. Сначала больше надо читать, потом уже писать. Вот. Но если вы молодец, потому что вы и то делаете, и это, и как бы культурные, обращайте внимание на Гоголь, и это вот, прекрасные примеры, и с леваками боретесь, это все очень хорошо. Но иногда, вы знаете, многие спешат, и многие не замечают, что они, в общем, то сказать, ну еще рано писать, или могут лучше почитать. Вот это вот часто я замечаю, часто, часто вот так а так вообще молодец вот изучите почему он шариков а не обезьянкин допустим там или крыскин дальше Фотографии на оценку да Ну тут непросто. Вот тут фотографии в разной комплекции, видимо, в разное время и в разной ситуации. Надо понять, в чем дело. Так, в чем вопрос? Ярослав отправил 5000 рублей. Угу. Здравствуйте, Евгений. Мое имя Ярослав. Поздравляю вас с недавно прошедшим днем рождения. Благодарствую. Счастливых вам! Счастливых вам и долгих лет процветания! Я получ... лет. Я получил в подарок. Получил в подарок возможность получить ваш анализ по фотографии, о которой я очень давно мечтал. Вы не только ролевая модель для меня, но и икона. Вы в меня играете, да? И страшно представить, что вы делаете. Но а, так, так, и, это, икона давай, стиля. Э, ну что, милая, поиграем в понасенковость сегодня? Так да. Но икона стиля, которой так хочется подражать. Да, всю жизнь борюсь вот с теми, кто с иконами. Да, 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 так, так. С недавних пор часто стал получать комплименты, что я вылитый вы. Для меня это звучит как достижение вам врут но да. есть есть чувство так. что эти люди лукавят да 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 не доверяйте людям вот очень люди так обманывают так обманывают очень обманывают люди да да прошу вас высказать собственное мнение да ну зачем вам это лучше не надо вам зачем вам это вы знаете ролево как я могу высказать собственное мнение о ком то зачем вам это Понимаете? Как сказать? Ну, вас тут как-то, я не знаю, одна фотография вы сильно тощи, как будто вы болеете, другая вы вот как будто вы приехали из деревни и надели хороший костюм. Я не знаю, какой фотографии верить, какой вы сейчас, да? А, а так, ничего от себя, честно говоря, там у вас не вижу и не предвещает. Вот, ну, хорошо, если как-то будете развиваться, что-то читать, я не знаю. Я уже не знаю, понимаешь, что... Я. Каждый раз я вынужден как-то очень интеллигентно все и, это отвечать как-то. Вместе Ну я не вижу. И как обидеть, я же не хочу. Я думаю, что если вы будете долго много читать, изучать, думать, смотреть мои ролики то вы станете очень интеллигентным и, вероятно, успешным человеком. Не обязательно похожим на меня, вылетом, тем более, зачем это вообще нет в этом никакой ни задачи, ни возможности, да и с какой стати. Вот, но это вам будет очень большой плюс в жизни. А, значит, ну вот здесь мне, я не понимаю, но и мой свет настолько, уже второй раз, не понимаю, то ли вы в туалете, то ли где-то. Сейчас бы мода делать селфи в туалете, в лифте, это быдлячество полное. Поэтому там со светом непонятно. Вот, есть современные фотографии, где вы сильно исхудавший, надо понять, почему и сколько лет, и как у вас со здоровьем, вот, и вот на это обратить внимание прежде всего. Вот, а так, чтобы приблизить оценки ваших лгущих друзей к правде, вам надо очень много работать над собой, очень много читать, писать. Не надо писать, лучше а читать, смотреть, меня смотреть и прочее. И, ну, хотя бы как-то и мое слово нести. Со ссылкой, конечно, на меня, но тоже вокруг просвещать. Это этого было. Просвещение больше. Вот так, следующий вопрос. Аноним отправил 9000. Угу. Евгений. Страшно медленно, но неумолимо убеждаюсь, что вы правы во всем и всегда. Да, да, да. Особенно. В ваших восхитительных рекомендациях книг, фильмов и музыки. Да. Получил невероятное удовольствие от путешествия в Стамбул Бродского. Да. Возвращение резать. в Брайсхед. Вся суть происходящего там веками — это резать. Сейчас это резать по всей Европе. да. Угу. Возвращение в Брайсхед Ивлина Во. Леопарда Лукина Висконте. Бесконечно благодарен за эти подарки эстетического удовольствия. Написал было большой вопрос о том, как Запад может спастись от леваков, и как голоса разума на Западе могли mm. бы обрести смелость mm. и достучаться до западных избирателей, mm. и есть ли у таких голосов шанс отобрать голоса у тех да. правых, что сами деинтеллектуализированы. Да. Начал было следить за швейцарской газетой определенного толка, как тут же они стали на сторону хамасовских террористов. Но после решил просто попросить вас об еще одной эстетической рекомендации: mm -hmm. какую бы книгу вы посоветовали прочесть после возвращения в Брайсхет? Ну уж там вот. не надо ничего после этого читать. <свят> там все так идеально. Только надо возвращение в возвращении Брайсхет читать книгу первую. Это как там официально эта книга первая, вообще это глава. То есть самое начало чистота, романтика и встреча. Знаете, что я очень люблю всегда началы начало, и вот как начало романа, все, я это люблю. А в «Братсиде» вся эта романтика как-то ну, очень удачно сформулирована. Вот, а после нее читайте, пожалуйста, юмористического Вудхауса, эстетского, так сказать, та же эпоха, та же эстетика, или более глубокого и, так сказать, про судьбу и про всякие отношения Фиджеральда, да? Ну, это по настроению надо вас еще видеть, что. Но я бы продолжил такую межвоенную эстетскую литературу для вас. А, вот. А потом можно вернуться по эпохам, так сказать, почитать какой-нибудь Жерара де Нерваля, а, Теофиле Готье. У него разные стихи, эссе, очень разные. Вот, чтобы во многих жанрах работал. Ну, такую, знаете ли, эстетизацию пространства. Юис Манса, Юис Манса, конечно, Уальда, потому что Уальда мало знают Дориан Грей, сказки, но вообще мало знают у него большое творчество. Вот, и... А потом, вообще, вы знаете, может быть, и так путешествовать по векам, дойти до антиков. Многие антики звучат очень современно, так что вот эстетизация. И, конечно, Набоков, Набоков, потому что для него очень важна эстетизация текста и текстом. Да? Там нет этой э, мучительной Достоевской, кстати, вот на днях был пост, прочитаю на эту тему. Так что вот так, да, эстетизация. А по поводу леваков, левачество – это болезнь. И, видите, швейцарская газета даже, она заболела. Заболела, прокололась, потому что, ну, например, я всегда говорю, ну, вот профессор, ну, как бы умный, талантливый, да, заболел гриппом. Это болезнь, он болеет гриппом. Как кто-то мог заболеть левачеством, это болезнь, это надо искоренять, просто бить э, таблетками, антибиотиками, если рак, там, резать э, химиотерапию, вырезать операции, резать, просто сливать что надо бороться. Это катастрофа абсолютно. А вы говорите про избирателей. А какие избиратели? Они же себе назначают. Леваки себя назначают избирателей, которым выгодны. Берут дикарей нелегалов и дают право голоса нелегалам, то есть преступникам. Дать право голоса нарушителям границы преступникам армии вторжения. Этого не было никогда в мировой истории. Знаете, вот у вас армия вторжения. Враг пришел, армия. И вы не просто не боретесь с ней, а говорите, а теперь давайте Выбирайте нас и уберите, и уберите вот власть, против которой вы вторглись. Это вообще это за гранью. Сегодня второй раз говорю об этом. Третий. Что э, правитель страны Байден э, сам мешает охранять границу пограничникам. Э, бандитам, э, уголовникам, ворам позволили воровать до тысячи долларов, тысячи фунтов стерлингов. Э, это абсурд. Это то, что раньше могло могли прочитать только в, в романе абсурда. Понимаете, это невозможно даже представить, что это, что это стало реальностью. Но это леваки. Леваки это абсурд, это болезнь. Левый это больной психически и опасный для окружающих и страны. И с этим надо бороться, разоблачать и так далее. Бороться всеми силами. Ну и не только поговорить, а просто вот боритесь, черт возьми, дальше. Фотографии на оценку да. отправил. Ну так она в брови-то как расписала. Расписала брови. И все на фоне. Так, хорошо, да. А в чем вопрос? Ника отправила 4100 рублей. Дорогой Евгений Николаевич. Пишу вам это письмо, и мои пальцы сами по себе вибрируют от волнения. Ведь да. не каждый день предоставляется возможность обратиться к человеку, чье творчество оказало столь глубокое влияние на мою душу и разум. Меня зовут Ника, 22 года. Живу в Москве, учусь в магистратуре престижного международного вуза. Высылаю вам фотографии на оценку. Ваше мастерство и талант, объединяющий в себе ученого, историка, режиссера, певца и сценариста, являются примером истинного гения, который не знает границ в исследовании мира и самовыражении. Каждый ваш эфир — это путешествие, в котором вы берете за руку и ведете... Люди сквозь лабиринты знаний и искусства, оживляя истории и персонажей, делая науку увлекательной и доступной. Так, Антош, Ваш голос в начале концерта огласим. Да? А, да, Отмечу. Ваш голос как компас в мире поиска истины, а ваши слова всегда находят эхо в сердцах слушателей. Ваша уникальная способность оживлять историю, превращая ее в увлекательный рассказ. Ваше искусство, которое заставляет задуматься, и ваша непоколебимая страсть к знаниям, все это вдохновляет меня не просто мечтать, а действовать, искать и открывать новое. Вдохновляясь вашим творчеством, я не могу не задумываться. Если бы вам предстояло провести один день в любую эпоху истории, не как наблюдателю, а как непосредственному участнику, куда бы вы отправились и почему? С неизменным уважением и восхищением Ника. Да, письмо восхитительное, точное, умное, на удивление умное. И как бы эти все ну, добрые и восторженные слова, не бывают разные. И добрые, и восторженные бывают, особенно восторженные разные. Здесь все искренне в точку, и что удивительно в точку. Единственное по поводу, что вы в престижном вузе международном, это забудьте. У нас я, это просто формулировка невозможная, у нас их сейчас нет, да и по миру тоже. Это престиж, это либо полный и срам и позор. А если это международные вузы, которые я подозреваю, ну нет, не тот, то это еще. Так, а есть у нас еще международный, который наш, там вообще мне все время студенты жалуются по поводу этих э, нижнего континента, которые постоянно э, на наркоте и так далее. Так что, ну неважно, письмо дивное. И вопрос очень нетривиальный и Хороший вопрос, талантливый вопрос. Вот сегодня я говорил, что как бы, многие не умеют задавать вопросы. Вопрос при всей своей, ну, такой, так сказать, фантастичности, он красивый. Красивый. Конечно, вы понимаете, если я до такой степени изучаю, интересуюсь и всей жизнью вовлечен в историю Наполеона, конечно бы, если бы был один день, я бы отправился в эту эпоху. Вот уже какой конкретно один день той эпохи, это несколько сложнее, потому что столько происходило, и мне было бы интересно и побыть, и принять участие, и что-то помочь, спасти, или там просто побыть, увидеть, и как угодно. Но это какой-то один день в эпохе Наполеона, конечно, конечно. А лучше бы не один. А так было бы прекрасно путешествовать по эпохам. Но, собственно, я это и делаю, когда я езжу в, Пари... в Париж или э, путешествую в Рим. Э, это и есть. Или даже с вами сейчас, когда я отвечаю на вопрос, э, я путешествую в эпохах когда мы читаем книгу, смотрим на картину, гравюру, мы путешествуем. На самом деле, вот вопрос был о поэзии. Поэзия, она над временем, да? Значит, то же самое. Это и есть путешествие. И я бы сказал так, что я чувствую, что я в разных временах одновременно или вне времени, или над временем. Это уже здесь даже слово не дает такой точности, что это масса гамма, это гамма эмоций, поэтому я и так как бы вне времени. А вот если принять участие, именно физически принять, ну, конечно, в наполеоновскую эпоху и там много-много дней на выбор интересных. Вот. А вы, вы симпатичная и прямо такая красивенькая для вот так сказать ну просто да симпатичная девчушка и надо это беречь этим пользоваться умно и порядочно не растратить по плохим всяким местам так что вот это все надо сберечь ну и так я не знаю как-то вы подвели серьезно брови может быть так чуть-чуть помягче ярко но чуть-чуть как-то подумать, ну надо посмотреть. Но в целом симпатичное и еще и вот так вот замечательно. Думайте, главное, видите, у вас сейчас возраст, а потом пройдет несколько лет, и чтобы это не было снесено жизнью, жизнью, гормонами, усталостью, плохими контактами, просто контактами. Это же вот самое важное сохранить себя в жизни. Найти сначала, потому что многие, многим нечего искать, там ничего нет и не будет. А вам сохранить. Видите, вот же в чем. Потому что это я сейчас оцениваю. Но время же идет. И вам нужен стержень. Вам нужен стержень, чтобы это сохранить. Вот это самый главный вопрос. Видите, я, вы меня э, спросили о прошлом, а я вас спросил о будущем. Вот давайте, чтобы в будущих ваш, ваших днях вы бы были также э, умны, тонки и привлекательны, чтобы это не, не было снесено историей. Так, вот, да, дальше. Саша из Стокгольма отправил 4000. Так. Доброй ночи. Пожалуйста. Подскажите, почему в Петербурге так много масонских символов mm. на зданиях и церквях? Спасибо. Да, потому что Петербург строился очень-очень быстро. Это не Рим, не Москва, он строился в основном, ну если не за сто, то так сказать, вот центр уникальные эти памятники архитектуры, и это 18 век. А в XVIII веке все образованные люди, у них была такая мода, такое увлечение масонами. Они в это играли, архитекторы были масонами, заказчики, аристократы были масонами, кто угодно были масонами. И, конечно, они в эту эстетику игрались, поэтому там очень этого много. Вот, и это была столица, имперский город, там обязательно имели дома главные семьи страны, которые в 18 веке в это игрались, там ну, осталось, просто осталась эта символика от XVIII века. Например, итальянские города им по 2000 лет там это не так заметно, потому что они не одновременно, ни в один век, ни, тем более не в последние 25 лет этого века сильно строились, а все было постепенно. Ну, во Франции, в Германии во многом, во многом то же самое. Плюс в Германии еще огромное количество было бомбардировок и просто уничтожено. Поэтому мы многого не видим, как и в Англии, кстати, в Лондоне. Так что вот Петербург строился во многом в тот век, когда была мода. Вот так. А мы в России, как что видим модное на Западе, мы к этому истерически всегда относимся. Если там маленькая мода, у нас становится это большой все объем. Дальше. Отправляю еще фотографии ага. на оценку. Сейчас, кстати говоря, почти половина четвертого утра, про между прочим. Мы почти пришли. Да. Ну так. Ну так, ну парень неплохой, ну как простой. Знаете, когда фотографируетесь по-разному, иногда некоторые вертлявые, а некоторые, наоборот, не вертлявые, вот встанут, вот так не видно, вот просто вот руки, вот так встанут и смотрят, ну я не знаю, на фоне исторического памятника. Почему? Ну так, да, слушаю вопрос. Аноним отправил 50 евро. Добрый день, уважаемый. Евгений да, да, добрый Николаевич. день. 3.25 условно, да. Угу. Меня зовут Иван, и я пишу вам из Финляндии. Да. Хотелось бы поздравить вас с прошедшим днем рождения. Спасибо. И искренне поблагодарить за ваш огромный вклад в борьбу с мракобесием. Ой, да. Евгений Николаевич, очень многие ваши мысли мне близки. Недавно я пытался распространить ваш свет, скидывая ваши видео своим друзьям знакомым. Скидывая, казалось как бы, как Коврова, Коврово, коврово, знаешь, просто коврово, так так вот. Да, по всем объектам, да, так. Казалось бы, адекватным и образованным людям. Это казалось бы. Их разум их разум, к сожалению, захвачен разными тараторящими и, псевдо, и, и псевдоэкономистами из левацких СМИ. Ага, ага. Мои знакомые, к моему великому сожалению, не хотят смотреть ваших видео. Евгений Николаевич, как вы считаете, это диагноз для этих людей? Или все же есть действенный способ переубедить заблудших к истине? Заранее пишу... спасибо да. и угу. до встречи в Амстердаме! Спасибо. Ну, это, конечно, диагноз, потому что, когда люди боятся что-то послушать, боятся, не хотят, значит, они понимают, что это э, истина, правда, или где-то там близко, э, но они не могут это перенести. И они не могут это перенести, потому что, если они слушают этого левацкого, я понял, о ком вы говорите, этого подонка, э, значит, э, левака, дегенерата, который собирался обложить налогом э, на красивых людей. Представляете, налог на красоту Выблюдок. И закомплексованный причем. А, и это тараторище. Ну, вот если такая уродилась тараторище, вещалка, и тараторит, и оправдывает теракты во Франции, значит, и преступница. Дура, безвкусная и преступница. И для женщины быть такой тараторище некрасивой стыдно. Потому что женщина, это, так сказать, предмет декоративный. Надо быть красивой. Значит, соответственно, если кто-то подпал под это и ассоциирует себя, всегда кто-то себя с кем-то ассоциирует, они себя ассоциируют с этими леваками, с этой тараторищей местечковой дурой, с этим уголовником-псевдоэкономистом. Не может экономист защищать левые идеи, потому что они провалились. Значит, он не экономист, значит, он профессионально не пригоден. Я об этом давно говорил, у меня специальные ролики про этого скота, и можете посмотреть скрины, как я его размазал просто в переписке в соцсети несколько лет назад, я его первый разоблачил. Вот. И если им такие нравятся, значит, они, у них диагноз. Просто это диагноз, это проблема. И вот они есть здесь, они есть среди беглых среди... Не надо путать, есть вынужденные мигрирующие, спасающие свою жизнь, приличные, честные люди, а есть беглые гопота. Это две разных вещи. Разных вещи. Вот. А это тараторище э, э, дура, она была всегда в системе, всегда в системе, потом на ошибалась и потом оказалась на отшибе. Ну и вместе с ней на отшибе кто ее слушал. Если хотите быть на отшибе в помойке истории, пожалуйста. Следующий вопрос. Ну вообще половина четвертого. Я мне ничего, пожалуйста. У нас осталось да. три вопроса. Да-да. ну, пожалуйста, После, пожалуйста. мы мы все обязательно все, которые да. не озвучили сейчас, мы обязательно озвучим их на следующем. Да. Просто сегодня, да, да, ну, да. это невероятное количество и в основном это личные личные и да, фотографии. Как это личные. Но да. Прежде чем перейду я к следующему, то озвучу, что Алекс уже 47 месяцев является нашим спонсором. И он, продлив свою подписку, написал «Евгений, вы великолепны». Алекс, вы молодец. Спасибо. Артур отправил 4000 рублей. Евгений, что делать, если, казалось бы, многого добился, но считаешь себя ничтожеством. Угу. Может ли такое быть и что с этим делать? Угу. Вот вам надо соединиться в экстазе с тем, который писал, что он хочет чего-то там заработать и насильно общаться с какими-то богатыми и известными людьми Европы. Вот это то, о чем я говорил. Соедините два ответа, два вопроса, два ответа. И посмотрите, я сегодня предупреждал. Того, кто задавал вопрос ранее о том, что будет с ним, и сейчас это озвучил следующий, так сказать, конкурсант. Потому что вы не знаете, зачем вы это делаете, вы не знаете, зачем вы живете, вы не знаете смысла жизни, вы малообразован, у вас нет глубокой культурной, так сказать, уровня, так сказать, многоэтажного вниз. Вот это. А для этого надо очень-очень глубоко изучать мои видео, книги, посты. Э, Скрупулезно. Это огромный труд, долгий. Это надо все годы изучить, перечитать, и все ролики, и книги, и так далее. Э, потому что я даю э, комплексно, системно э, вот это понимание э, мира. Да? И тогда у вас будет шанс э, жить со смыслом. И если вы чего-то добиваетесь, тогда вам будет в радость. Если же вы живете без смысла и не понимаете, зачем, никакой радости у вас не будет, чего бы вы там не добились. Я не очень знаю, чего вы добились. Может быть, это все липо. Может, вы не добились, поэтому у вас и плохо тоже. Потому что на самом деле вы сказали, что добились, а на ничего не добились. И от этого тоже. Это и только вам верить на слово. Но в целом это возвращаемся к тому, что я говорил, долго отвечал на вопрос вот того, кто хочет общаться с богатыми. Следующий вопрос. Фотографии на оценку. Ну, вот так вполне симпатичный, но странно, что как-то фотографии как случайные. Неужели некому было так фотографировать. Взгляд какой-то море, а взгляд нервный. Ну так все хорошо в целом. Так в чем вопрос? Игорь отправил пять тысяч рублей. Угу. Евгений, доброго времени суток. Да. Высылаю фотографии на оценку. Да. Очень нужен ваш совет. Мне двадцать пять лет. Я из Петрозаводска. В Москву переехал три года назад. Сейчас работаю в крупной строительной компании и совсем недавно появилась возможность стать руководителем группы продаж нового жилого комплекса. Какие-то деньги на жизнь. Продавайте и в квартире группу саму продайте эту. Продайте, заложите коллег. Мне... Да, так. Какие-то деньги на жизнь, конечно, заработал. Да. Сейчас стоит Конечно, выбор какие то между... заработал, и не все прислал. а если найду? Да, так, да. Сейчас стоит выбор между личностным развитием, поиском другого способа заработка и карьерным ростом. Да. Вот, все. Понятно. Это ровно. К предыдущему вопросу и к тому что э, вот я отвечал на предыдущий да когда э, человек личность примат хороший он э, мечется между э, заработком и осмысленной жизнью не понимаю что надо до да, объединять но не подменять плюс по фото э, вроде бы симпатичный Интересно, интересно родители какой национальности, может быть, там что-то из э, замечательных, так сказать, людей книги, как мне представляется, может быть, что-то из южных наших, совсем наших, да. Не знаю, интересно, мне всегда интересно, это просто научно, да. А, странно, вот э, при этой утонченной внешности мне видится очень. Большое неспокойствие внутри, которое меня, меня беспокоит. Э, э, если вы вдруг чувствуете, что у вас вот такое э, бывает, именно психологические проблемы, которые нет в вашем письме, в вашем письме этого нет совершенно. Но по фото вроде все хорошо, прям все хорошо и успешно и симпатично, но как-то по глазам в глазах есть беспокойство сильное. Может быть, это случайность фотографии, я не знаю, случайность. Вот пусть напишут, чтобы, если что, вовремя ухватить ситуацию. А так, здесь нет противоречий. Вы можете и зарабатывать, и развиваться. Но вы не сможете развиваться, если вы будете только с ума сходить на карьере и заработки. Здесь нужна золотая середина, просто по уму. Да? Поэтому не гонитесь за сумасшедшими доходами, но надо зарабатывать. И в то же время вы зарабатываете, но развивайтесь и послушайте ответ на предыдущие два вопроса, предыдущие, и которые я отсылал в середине стрима: Почему я все-таки настаиваю именно на изучении системном моих всех? видео и постов и статей почему есть какие-то просветители в одной области физика химия история есть замечательные ученые или какой-то там танцор или певец и так далее никто из них не дает двух вещей двух первое это полностью системное представление о мире системное обо всем мире вот просто про все как вам жить первое да? и второе он может быть блестящий в своей профессии но он начинает ошибаться по целому кучу, кучу вещей. Семейное, личное, интимное, политическое часто, национальное и прочее сносит. А вы берете это вместе с тем ученым или артистом в себе как пример. Значит, вы можете изучать этого артиста, этого ученого только в профессиональном смысле, и я часто это советую. Но именно как система вот, мира, да, я бы сказал, что обязательно прямо живите в рамках того, что я предлагаю. Это тоже труд, потому что я очень много успел, несмотря на то, что мне мешают каждый день всю жизнь, очень много успел написать, сказать, объявить, показать, исследовать, опубликовать. И это спасло бы много жизней и судеб, если бы вовремя. Вот сегодня, как обычно на эфире, мы узнаем, сколько было ошибок сделано до того, как меня люди узнали. Значит, вы давайте скорее как бы узнавайте и не спешите делать каких-то лишних телодвижений. Вот. А по поводу двух вещей вот внутренней психологической ситуации, кто родители по национальности, мне интересно, отпишите. Значит, и вот я повторяю, здесь нужна золотая середина. Карьера, я не думаю, сейчас карьера не так важна. Мы же не в 20 веке, не в советской власти. Важно зарабатывать. Но зарабатывать только для того, чтобы иметь возможность как-то там э, читать, смотреть, иногда куда-то выезжать. Потому что иначе вы э, поломаете вот эту золотую середину, и вы не будете понимать, для чего вы зарабатываете. Потому что вы будете без культуры, э, вы будете пустой, без базы и, кстати говоря, в итоге с психологическими проблемами. Золотая середина. Дальше. И еще фотографии uh -huh. на оценку. Угу. Uh -uh -uh -uh. uh -huh. Так, в чем вопрос? Анни Серб отправила 115 канадских долларов. Угу. Здравствуйте, Евгений Николаевич. Спасибо вам за доброту и честность. Угу. Заранее извиняюсь за ошибки, так как я из Украины. Угу. Еще ну, до видите, 22 -го как, года. Заранее извиняюсь за ошибки, так как я из Украины. Тут столько смыслов может быть. Она уточняет, что вот всю жизнь говорила и писала. Еще до 22 года я случайно познакомилась с парнем из Англии, родители которого эмигрировали из Украины еще 20 лет назад. Так, это такая математика для меня сложная, а не математик. Так, ну что же. Вовремя 2020... вы познакомились с парнем из Англии, я вам хочу сказать. Так. А, он, а, а его родители еще 20 лет назад уехали. Так. В 2022 году я училась на втором курсе юридического такая, факультета. А, семья патриотов сейчас, я так понимаю, образовалась. Я училась на втором курсе юридического Но вы тоже с флажками патриотическими, что вы даже те, кто 20 лет назад уехали. Это не уточняется. В 2022 году училась, когда он предложил поехать к нему. Между нами не было ничего, кроме большой дружбы, и я могла поступить в университет Великобритании. А сейчас мы помолвлены и собираемся жениться. Мы скромно живем, и работаем. Он да. механиком и заканчивает скоро. Но это э, начало сценария фильма 56 -го года. Начало. Там должна играть там те кто Румянцева, Быстрицкая, потом Конюхова, я не знаю. Вот обязательно Рыбников должен играть рыбников советский фильм вот просто дословно механиком или потом Баталов должен играть его Баталов да так скоро закончит магистратуру и будет инженером так тем более инженер я и работ слов... я и слов уже 20 лет 25 не слышу только на стримах иногда инженеры появляются так я работала барменом и окончила колледж угу. и в этом году я каждый раз, Выступили когда слушаю вот такие истории, 9. да, я работала барменом, окончила колледж, я с ним познакомилась, переехала, а его семья переехала там 20 лет назад, я каждый раз думаю, при чем здесь я, да, но обратите внимание на мою стойкость, и ближе к 4 часам ночи я стоически э, выслушиваю, вникаю, стараюсь уже, так сказать... Брежневским мозгом вникнуть в суть вашей биографии. Вот, и я считаю, что мне за это надо памятник уже ставить. Так, да. В этом году поступлю в университет так. и надеюсь стать юристом. Так. Очень люблю слушать Соловьяненко. Так. Пожалуйста, оцените наши фотографии. И большое вам спасибо. Да. Ну, я бы, конечно, больше оценил бы голос Соловьяненко. Вот и у него был восхитительный э, тенор, великолепный верх, ужасная тремоляция, дичайшая дикция, кошмарная природа, потрясающе. Вот и с ним очень плохо поступили у него на родине, кстати говоря, под конец жизни. Э, вот, э, да. Uh, у вас, uh, у вас больше энергии, чем у этого несчастного мальчика, это видно. Вы интеллигентная, по фото видно, очочечки интеллигентная, такая, такая, значит, вот такая кругленькая, все. При этом у вас, как часто бывает, у женщин у вас сильно больше энергии, чем у него. Он вам предложил, но вы ведете, и вы будете вести, будете его дальше вести, сколько, так сказать, сколько вам поведется. Вот, он, ну как, ничего того, чтобы вот, знаете, что-то плохое, хорошее или яркое, неяркое, я ничего здесь сказать не могу. Все здесь вполне себе обычно. Вот украинцы в Англии. Ну и вот, если, во-первых, хорошо, что еще какие-то белые люди посещают, и вообще можешь заметить в Англии. Если в Англии белые люди, они, видимо, украинцы. Ну или русские, кто, значит, где-то хапнули денег и спасаются. Так что вот белые остались. Больше в Англии, видимо, скоро белых не будет. Так что вы можете музейно работать белыми людьми в Англии, как бы подрабатывать на поставке вместе с инженерной деятельностью. А так, ну, как-то хорошо друг к друг другу относитесь, к окружающим, честно, порядочно, не сильно его мучай, и он, так сказать, чтобы тоже себя прилично вел. Все как-то вот так вот, ну, как это сказать? Ну, правильно, фильм 1956 года, это простые люди, простые люди. Вот и Рыбников играл, вот простой парень в рамочке, простой, вот как в букваре, простой парень, знаешь, в фотографии, вот Рыбников, да? Там, или Румянцев, вот так вот, как бы и вы. Мне сложно что-либо... Что про я что-то могу сказать. Здесь мне сложнее. Мне очевидно, что у вас больше такого внутреннего, внутренней энергии. Так что, ну постарайтесь прожить эту жизнь прилично. Дальше. Евгений, да. поскольку сейчас это был последний вопрос, да. вы сейчас отдыхаете, а я да. читаю вам донаты да, и да, обращения. Да. Где вопросов у людей? Нет. Да, у матросов нет вопросов. Читай, это приятно. Вот, те, кто еще не сдохли на прошлой сессии, завистники, пусть, значит, себя хорошо почувствуют сейчас. Так слушаю. Это большая сессия. Это mm. большая сессия. Аноним отправил 100 евро. Без вопроса. Александр отправил 3000 евро. Mm. Также без вопроса. No. И вместе с ним другой Александр, и тоже 3000 Тысячи. и тоже без вопроса. Так. Аноним уже другой отправил 200 евро. Uh -huh. Аноним отличный от него отправил 2000 рублей. И вслед за ним другой аноним, возможно тот же самый, тоже отправил 2000 рублей. Так что в сумме один аноним 4000 рублей. Далее Татьяна отправляет 3000 рублей. И вслед за ней идет другой аноним, который тоже отправляет 2000 рублей, как два <laughs> предыдущих, то Может быть, это все тот же самый человек, мы не знаем. Ну, если Ильяс... сейчас мне присылают новости, я думаю, что это все тот же самый человек, да? <смех> 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 вот. И мне, я прошу, сейчас вот ночь с 17 на 18 и 3.45 там или сколько утра. И мне э, какие-то знакомые присылают там свои печальные, чтобы вообще, ну как жить, э, вешаться лишь. Просто, ну, печаль жуткая стоит. Безысходность, бешенство не надо. Ни безысходности, ни бешенства. Это все было ясно ежику. Я 25 лет назад, 20 лет назад об этом предупреждал и писал в коммерсанте, что нельзя. Вот, сейчас уже поздно. Ничего не переживайте. Мы все эти цифры в истории очень хорошо слышали. И последствия тоже все очень хорошо видели. Я не буду называть имена. Их все эти имена вы очень хорошо знаете, и что с ними происходило. Поэтому не отчаивайтесь, спокойно, ничего, переживем. Спокойно, без нервов. Так, читаем тоже, да. Ильяс отправил пять тысяч рублей. Алексей Идущий следом отправил одну тысячу Идущий американских долларов. Это что-то прямо религиозное, да. Ильяс, я каждого не могу, но и аноним, я вашего имени не знаю, но я, я вас не знаю, но я каждый раз искренне нежное спасибо и анонимам, и Ильясу, и все, всем, это... Повторяю, это, ну, черт возьми, это не мне, это вам же нужно. Первое, второе. Это вся демонстрация вашей принципиальности, силы, честности, э, так сказать, э, доброты и так далее. Это деятельное проявление вашей натуры хорошей. Да? Тысячу долларов отправляет Алексей. Илья тоже отправляет в долларах, но 200 долларов. Да. Олег отправил 200. Но уже евро. Ой. Ирина так Все, что происходит сейчас, в... где-нибудь там сидят мои эти завистники, они на себя рвут волосы, скрежещут вставными гнилыми зубами. Это вот, что надо снимать. Что меня снимать? Я спокойно, радостно слушаю, эти добрые люди присылают. А надо же снимать вот, что яркое, талантливое в этой ситуации. Как они рвут себя, разбивают телефоны, бьют планшеты и так далее. Вот же, что мы каждый раз, когда такие ситуации, не видим лучшие кадры, лучшие, понимаете? Вот, ну, может быть, как-нибудь будет какая-то в будущем возможность таких вот уже новшеств технических, чтобы это видеть. Да, так, так, да. Ирина отправила 8000 тысяч рублей. Татьяна, Татьяна отправила 3000 тысячи рублей. Артем, Молодец, Артем, отправил 20 тысяч рублей. Евгений отправил всех, 20 долларов и пишет... Я нежно без обнимаю, нежнейший, нежнейший, просто вот искренне, потому что я знаю, что вы не просто, что если вы так что вы понимаете, вы все понимаете. Если вы все понимаете, вы не просто хорошие, вы очень молодцы. Вы глубоко все понимаете. Потому что я повторяю, это действенное. Это кто болтает или кто так, знаете, как поддерживает, но не поддерживает, и я, это все немножко не то. А вы понимаете, я это очень ценю, и я интуитивно каждого прямо вижу и чувствую. Да. Максим отправил 5000 рублей и оставил небольшое обращение. Угу. Здравствуйте, Евгений Николаевич! Вы создаете поколение самых лучших людей. Вы архитектор времени и жизни. Я только на пути становления личностью. Много сомнений и страхов. Но в одном я уверен. Я обязан вас благодарить на всем жизненном пути. Вот замеч... эпох. Замечательно, я бы сказал, эпох. насколько глубоко и тонко все понимает, поэтому только мои объятия так, да? Белль, эпок отправил 5000 рублей. Или я не могу. Прекрасная эпоха. Он, она, ну как... А, как. а, просто он отправил стихотворение, здесь вот мужчина, мужчина да. пишет. Да, да, ну ну и, ладно, да. да. Небольшое стихотворение. Да, да. Вместе с пятью тысячами рублей. Так. Ну, если Вы вместе, достали тогда ми... это как-то прям настоящая поэзия уже. Это не небольшое. Пойми, маленькое стихотворение с, бо... с хорошими деньгами – это большая поэзия. <реклёзы> О, да, так. Вы достали меня <реклёзы> из тумана. <реклёзы> из густого тумана вое... Я... Это я не уверен, что можно прочитать. <реклёзы> Я ничего не слышу сейчас уже. Поздно, и помехи, интернет сегодня плохо тянет, поэтому все это... И ничего. Так, достали, вы... достали. Так, дальше. Потом. Вы, сп... вы, спасли меня снова так. от наивной ошибки любви. Вот. Вы спасли меня впредь. Так. Когда вирус сердце съедал, вы М -м. спасли меня тем, чтобы времени зря не терял. Да. Тогда же вкусил спасение впервые, Когда я познал спасенья иные. Да. Вот год прошел с тех пор, Как я родился человеком, хм. Как в чуждом мной забытом этом, К некогда когда царицын, А ныне Сталинград, В углу зажавшись, А за окном, за окном снега. Да. Я в шахматы играл, и пенью чудному внимал трем тенорам Маэстро, Ланца и Доминго, и мечтал в театре петь. Исполнились мечты мои. Сегодня я за здравный гимн пою за тех, кого я больше всех. Многоточие. Да. И пока прекрасный Антоний строки юности сердца читает, я говорю, благодарю. И бокал за вас, монсеньор, поднимаю. Да. Пусть любимая вечно вас обнимает. И Шекспира сонет 25 окружает. Да. Ну, а, ну ты начитался, конечно, ты столько слов, аллюзий, все, много ты посмотрел разных книжек, и, и трех, все от меня, да. А, «Молодецки» молодецкий написано. И э, Шекспир, который очень бесился, что какая-то э, тетка отнимает, так сказать, ну не в эфире будет сказано, понимаю, что там разные все, и 25-й, понимаю, тоже так можем прочесть, можешь всяк прочесть, по-разному можем прочесть. Поэтому я об этом высказывался, изучи. Есть замечательная статья, кстати, статья исследовательская, его скрывали относительно донатов Шекспира. Вот, но ты молодец, ты очень так, молодецки, с энергией все пишешь, вот, ну, работаем над формой, но ты умничка, умничка, и э, спасибо, и, так сказать, мое тоже сонетное объятие. Продолжаем. Так. А как ей а Башмачкин отправил 2000 рублей? <с Будьте счастливы, Евгений Николаевич, с твердым знаком. На конце, Спасибо. Пишет. А, я как, а я как медный всадник, уже забронзовевший всадник. От таких поздравлений я могу только забронзоветь и больше. Так, да. Дмитрий С. Отправил 3500. Пишет благодарность. Эвелина отправила 50 канадских долларов, оберегающему голосу разума от агрессоров под звездой. Олег Панфилов отправил 4200 рублей. Хороший подарок замечательному человеку. Ролан отправил 2000 рублей. Здравствуйте, Евгений. К теме сегодняшнего стрима касательно Рима и археологии отрадно насладиться гравюрами и картинам Пиранези и Робера, а если к изучению добавить ваше явление на стриме, то можно получить двойное наслаждение. Спасибо вам за это. С любовью, Ролан. Да, Пиранези и Юбер, конечно, они так фантазировали. Но если у Юбера это просто в чистом виде фантазии, да, то Пиранези как бы все это, ну так, гурманизировал все эти развалины точно исходные. Он на них их оплетал фантазией. Да? Вот Ролан, да, ну Роланд, так дальше, да. Виктория Викторовна отправила 50 евро. Евгений, это вам на шампанское. Правильно. Оскар, Оскар отправил 2000 рублей. Я погружаюсь в грусть, когда вспоминаю ваши слова о том, что это конец красоты и что более не будет ренессанса. Эти слова тянут меня в пропасть, из которой нет пути назад. Лишь вы удерживаете меня своей рукой на краю этой пропасти и не даете прыгнуть в бездну. Спасибо вам за эту руку. Замечательное письмо, только учти, что, пожалуйста, Ренессанса вообще-то не будет, но у нас тогда вот я Ренессанс, это уже реальность. То есть был Великий Ренессанс, и вам в жизни не хватит его весь изучить. Так что живите изучением этого реального Ренессанса, творения которого сохранились дальше. Инженер-конструктор из Петербурга отправил 4000 рублей. Сердечное спасибо за все. Спасибо. Вадим отправил 25 евро. Добрый вечер. Я бы хотел спросить об очень многом, uh -huh. а скорее всего, просто услышать в ответ. Но в принципе все уже сказано, все и так понятно. Спасибо за другую сторону жизни. Я вас люблю и уважаю, и говорю это честно, а не ради листья. Надеюсь, я смогу когда-то вам по-настоящему помочь. Очень Павел... хорошие, очень хорошие сердечные слова. И мне тоже. И спасибо, и мое вам сердечное отношение. Павел отправил 40 тысяч рублей и ничего не написал. Благородство, и щедрость, шок. и это глубокое понимание. Я не знаю, как это... Ну, тяжело, поймите, сейчас 4 часа утра, какие там энергии, какая сила, но это свидетельство того, что человек честный, он понимает, что это нужно, и что без этого не только он, ладно, я, там люди не проживут. Ведь если мы не объединимся, если мы не будем друг другу помогать, и я одно вам даю, вы другое, и так далее... Это будет, это всеобщая могила. Поймите это. Не понимают люди. И каждый думает, что это другое. Другой за него что-то сделает. Не сделает, если вы не сделаете. Да. Денис Кулешов отправил 15 тысяч рублей и mm. тоже ничего не стал писать. Замечательно. Уже столько времени. Да. Да. Никанор Кохан отправил 50 евро. Без слов, без всяких слов. Пергей отправил 4444 рубля. Здравствуйте, Евгений Николаевич. Хочу выразить вам искреннюю благодарность за все, что вы делаете. Надеюсь, что у вас все хорошо. А Это было и Сергей еще хотел спросить по поводу рекомендаций книг. Он имел в виду список. Так, Сергей, если вы сейчас слушаете, напишите нам на почту, мы вам все пришлем, у нас все это выложено, документы все сохранились да. еще с прошлых стримов эфиров, где э, Евгениальный список советую, литературы и фильмов. Да, и всего напишите, вам отправим, а ваше обращение вот сейчас, честно, я прочитал. Алексей отправил 3000 рублей. Обворожительный Евгений Николаевич. Приветствую вас! Для меня вы герой нашего времени и воплощение здравого смысла. Восхищаюсь вами. И каждое утро на работе я пью кофе из черной кружечки с самым прекрасным человеком в красном. Я, чтобы у всех были такие же черные кружечки Правильно. с самым прекрасным человеком, переходите по ссылке в описании и найдите где вы можете приобрести мерч, но не, не только посуду, не только одежду, не только наклейки и закладки, но календарь на целый год, на целый год календарь с образами, а также книги с личным автографом Евгения. И живые лекции теперь можно приобрести. Лекции и книги в магазине канала Здравого Смысла. Мерч смотрите в ссылках под описанием к этому ролику. А ролик еще надо рассылать, делать репосты, ставить лайки и подписываться на телеграм-канал, ссылка на который также дана под, в описании к этому эфиру. — Возвращаясь да, к обращению. — в Телеграме обязательно, потому что там последнее место, где э, нет левацкой цензуры. И о а календаре почему не только? Вы знаете, там даты, даты, ладно, даты. Там самое главное изображение. Это просто что должно украшать вашу комнату. Это вы когда перелистываете, это разные эмоции мои, и вы и, ими же заряжаетесь. Ну вот это действительно спр... спрашивают, как настроить вот настроение на сегодняшний день. Ну вот специальный календарь для этого. Не для дат. Да, ну и конечно вот эта эстетская недавно, которую выпустили кружку именно на черном фоне, там с бокалом, да, это я тоже очень советую. Да-да-да, так. И продолжая его читать обращение. А совсем недавно супруга презентовала мне чудо-календарь, вот как раз. И рассмотрев все месяцы в подробностях, она выдала: Какой же он все-таки красавчик. Все. Это вместе с вашими видео помогают морально и поднимают настроение мне. За что я вам искренне благодарен. С глубочайшим уважением, Алексей из Ростова на Дону. Прекрасно. Никита так, да. отправил 50 долларов и подрисовал крохотное сердечко. Ну, это я думаю, что не крохотное сердечко, а это просто символ большого его сердца. Правда? Да, да. Дядя Тёма. Отправил 2000. Здравствуйте, Евгений. Приятно видеть грамотного человека, вещающего истину. Да. Сам я из глубинки, да. но с детства привили любовь к истории и чтению. Теперь мне 30 лет, затворник-программист. Угу. Когда я общаюсь с кем-то, все впадают в ступор от наличия сложных речевых оборотов. Ой, Риторический Я даже бо... вопрос Я даже боюсь он дальше оставляет. Образование. Да, так. И оставляет здесь дядя Тёма риторический вопрос. Люди поумнеют когда-нибудь. Да, никогда. Никогда. Во-первых, это не люди. Основное количество это самое, это просто не люди, это так, что это ходит двуногое. Поэтому это вопрос не риторический, они просто не, неверно сформулирован, это мечта. Но основное количество людей это просто не люди. Поэтому чего там говорить? Так, да. И завершает, ну, условно завершает этот ураборос обращений. Да, да, да. Сергей Капустин. Угу. Он отправил 2000 рублей. Вот что он пишет: прочитаем: Вместо эпиграфа черт догадал меня родиться в России с душою и талантом. Пушкин Талантливым людям в России, в России и не только, всегда жилось непросто. А в нынешних реалиях с новыми запретами их жизнь более осложнится. Сегодня многие талантливые люди покинули Россию, но маэстро остается с нами. Он радует и вдохновляет нас уже одним своим присутствием. Он нужен нам, он нужен России. Поэтому я обращаюсь к бизнесменам и состоятельным людям. Вам предоставляется уникальный шанс поддержать Евгения Николаевича. Он, Он личность себя. Если вы хотите, чтобы у вас вообще какой-то остался бизнес и будущее, иначе будет вообще катастрофа. Тогда. Евгений ⁇ личность вполне самодостаточная. И важно понять, что он нужен вам, О. нужнее вам, О. Да, чем да, да. вы ему. Именно. И помогая ему, вы помогаете в первую очередь себе. Кстати, многие из меценатов вошли в историю культуры наравне с выдающимися деятелями искусств. И если вы хотите, а вы хотите он пишет в скобках, с восклицательным знаком, чтобы ваше имя вошло в историю, вы должны поддержать Евгения Николаевича. Вместо послесловия. Поздновато кандалами бить тревогу. Станислав Ежелец. Да. Вот так. Да, это блестяще Вот такие умные... донаторы. Да, блестяще умное письмо. Вот, вот Сергея он все верно сказал, я об этом говорил. Ребята, на стороне зла все ресурсы, и это зло у вас отнимет все. Это не, это не минует никого. Если вы не будете э, помогать, то вы себя же и э, в, угробите. У вас не будет никакого исторического будущего. Э, нельзя жить одним днем. Вот пока у вас сегодня там хорошие рестораны, и есть фирма, вы поймите, это все заканчивается абсолютной катастрофой такие вещи поэтому э, возьмите на себя ответственность и вообще если у вас какое-то есть даже эти самомнение вы должны прикасаться к истории и участвовать в истории и я могу вам подарить это участие в истории потом будете вспоминать писать мемуары и совершенно на другом уровне и с другими возможностями и знакомствами и так далее но я повторяю, каждый думает, что все происходит просто так, и что делает кто-то другой. Нет. Что делаю я последние 25 лет, не делает никто. И что я выношу, и что на моих плечах. И уже при всех запретах, угрозах и так далее. Но если я этого не сделаю, не сделает никто. Поэтому давайте объединяться и давайте вы одно, я другое, и так и победим. Ну что, Антон, значит, какие-то вопросы я знаю, чувствую, там написано еще у нас остались, и просто уже не, люди, наверное, не живые, пятый час утра, поэтому я даже не могут не услышать. Обязательно я постараюсь не делать такой перерыв большой в стримах. И проведем пораньше. Я доотвечаю на те вопросы, какие-то письменно отвечу, которые обещал письменно. И, конечно, сейчас предстоит нам общение с теми, кто приедет лично на концерты. И вот Кипр, Флоренция, Амстердам. Это будет чудесная весна. Я вас всех жду. И я хочу, чтобы это было очень-очень личной нашей встречи, когда я смогу наконец увидеть ваши глаза, потому что э, я так чувствую и так понимаю, что вы спрашиваете, что вы пишете, что вы желаете, да, э, и все чувствую. Но, конечно, когда я вижу глаза людей в зале, дыхание, это э, совершенно другая эмоция. Я очень хочу вас увидеть э, лично и подарить все, что я Знаю, умею, и мне ну, это невозможно передать через камеру. Это, ну, это, черт возьми, другое, поймите вы это. Это даже другой жанр. Я даже здесь не пытаюсь передать вам э, вот эти нюансы. Так что это вот у кого? Возможности, судьба, еще как-то все. Эм, последние годы, месяцы, как угодно, да многие там всю жизнь. Сейчас вот, пока идет стрим, я получаю от... Хороших людей, иногда очень известных людей, даже с выдержкой, с выдержкой, с силой, с характером. Сообщение печальнейшее, мучительное, как им вообще плохо, как их беспросветно. Вы знаете, это все просветно. Я вас удивлю, через несколько часов, ну, у кого, кто, в каком часовом поясе, точно взойдет солнце. Даже если тучи, вы знаете, что оно за тучами есть, это точно, это научно так. Это я вам гарантирую, это точно так. И солнце, и весна, и магнолия, и цветы будут цвести в самых страшных периодах истории. Вот смотрите на них, на наше общение, на меня, на то, что я делаю. Будем вместе, будем помогать друг другу не выживать, а жить и побеждать. И я вас уверяю, что надо выдержать, и потом мы будем это вспоминать. Вспоминать, что пройдет то будет мило. Я вас люблю, обнимаю и счастья вам.